Грэм Макнил Отвергнутые мертвецы Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Пролог Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней. Он зимою через море правит путь под бурным ветром и плывет, переправляясь, по в круг волнам. Приписывается трагику Софоклу. Пре М1. Грезы есть зеркала, в которых отражается истинная суть того, кто их видит. Что будет, если грезящий увидит отражение своего лица в зеркале совокупной грезы всего человечества? Аник Сарашина Анейрокритика Сарашиной Том 35 Ваше видение станет ясным, лишь когда вы заглянете в свое сердце Тот, кто смотрит вовне спит, зрящий внутрь пробуждается Немо Джимен, хармейстер адептус астротелепатика От кого? Хирургион Белан БТ. Сертифицированный ассистент нейрофизик. Кому? Патриарх Вердучина 17. -й. Дом Кастана. Навис Нобелита. Период наблюдения циклы 15-18. Тема. Зулейн. Кай. КЗ. Итог освидетельствования. Недееспособен. Потенциально реабилитируем. Выдержка из 4423-4553. Смотри подробности в полной медицинской карте. Выдержка из протокола. Начало. БТ. Можешь рассказать мне, что случилось на арго? КЗ. Нет. БТ. Нет. КЗ. Нет. БТ. Почему? КЗ. Не хочу. БТ. Не сочти за неуважение, но ты не в том положении, чтобы утаивать хоть что-нибудь из того, что знаешь. Происшествие с означает серьезный финансовый убыток, причиненный дому Кастана, не говоря уже о существенном падении его престижа в 13-м легионе. КЗ. Обсуждая это с Нема, меня всего лишь дали им на прокат. Меня не заботят их потери. БТ а должны бы. Кроме того, ты должен понимать, что результат моего освидетельствования сыграет существенную роль, когда будет решаться, продолжишь ли ты работать на дом Кастана. И если уж на то пошло, продолжишь ли работать вообще. КЗ. Как я уже сказал, меня это не заботит. БТ. Ты хочешь, чтобы тебя отправили в полую гору? КЗ. Конечно нет, никто в здравом уме такого не пожелает. БТ. Тогда бы я на твоем месте сотрудничал. КЗ, ты не понимаешь. Дело не в сотрудничестве. БТ, так просвети меня, Кай, в чем дело? КЗ, дело в том, чтобы слушать, как умирают десять тысяч мужчин и женщин. Дело в том, чтобы слушать их последние мысли, все до единой, пока твари рвут их тела на части. Дело в том, чтобы слушать объятых предсмертным ужасом людей всякий раз, когда закрываешь глаза. Дело в том, что я не собираюсь снова проходить через этот кошмар. А свидетельствуемый не выдерживает. Три минуты рыданий. БТ. Ты успокоился? КЗ. Пока что да. БТ. Тогда не желаешь ли поговорить о том, что случилось? КЗ. Терра. Нет. Может когда-нибудь потом, но даже если и так, то не с тобой. БТ. Почему? КЗ. Потому что ты находишься здесь не для того, чтобы мне помочь. БТ. Кай. Я здесь именно для этого. КЗ. Нет, это не так. И прекрати звать меня Каем. Как будто мы друзья. Единственная цель твоего пребывания здесь, это продемонстрировать 13 легиону, что дом Кастана способен управляться со своим хозяйством. Я навлек позор на твоего дрожайшего патриарха. БТ. Нет, ты часть семьи. Все, чего хочет патриарх Вердучина, это помочь тебе. КЗ. Тогда отстань от меня. Арго не то воспоминание, к которому я желаю возвращаться. Пока что. А может статься, что и никогда. БТ. Пока не разберешься с прошлым, будешь стоять спиной к своему будущему. Ты, конечно же, понимаешь, что нездорово зацикливаться на таких жутких воспоминаниях. Прогони их прочь, и ты сможешь вернуться к своим обязанностям. КЗ. Ты предполагаешь, что я хочу к ним вернуться? БТ. Это не так? КЗ. Минутная пауза. Я не знаю. Выдержка из протокола. Конец. Дополнение. СИР. Как ясно показывает данная выдержка, Кайзулейн демонстрирует классические симптомы отрицания, паранойи и неспособности адекватно воспринимать обрушившееся на него испытание. Я заключаю, что он считает себя ответственным за события, которые привели к потере Арго. Хотя так ли это решать другим людям, более компетентным в сфере многомерных перекрытий? Тем не менее, я не верю, что какой-либо индивидуум способен пережить столь травматический опыт, не получив определенных душевных ран ни одна из которых не сказалась на эфирной ауре Кая Зулейна. По этим причинам я рискну высказать мнение, что Кая Зулейн может быть реабилитирован. В Кая Зулейна вложены масса времени и усилий, как дома Кастана, так и адептус астротелепатика. В настоящий момент было бы преждевременным счесть, что игра не стоит свеч, и отправить его в полую гору. Подводя итог, моя рекомендация состоит в том, чтобы вернуть Кая Зулейна под опеку Адептус Астротелепатика для безотлагательной реабилитации. Это еще раз подтвердит наше серьезное отношение к своим обязанностям перед 13-м легионом. А на деле позволит дому Кастана переложить ношу ответственности на других. Я остаюсь во всем вашем покорным слугой. И если потребуется, могу предоставить дальнейшие пояснения по поводу психической патологии Кая Зулейна в любое удобное для вас время. Белан Тортега, ассистент нейрофизик 34 -32 08 543. Антоний, поступи так, как говорит этот слащавый хирургиончик. Вышвырни Зулейна обратно в город прозрения. Пусть это станет их проблемой, а не нашей. В. Охотники приходят за ними в предрассветный час. Нагасена проверяет свою винтовку, хоть и знает, что она абсолютно исправна. В такой день, как сегодня, он нуждается в умиротворяющем ощущении того, что все идет своим чередом. Слишком много подданных из недавно возникшего империума суетятся вокруг не удосужившись удостовериться в собственной готовности. Девиз Нагасены – правдивость и порядок, ибо они дают ту основу, из которой проистекает все остальное. Он постиг это благодаря наставлениям мудрого человека, рожденного в этих краях в давным-давно забытую эпоху. Это учение сохранилось лишь в виде разрозненных текстов, составленных из получающих афоризмов и притч, и записанных тайными письменами, известными лишь немногим избранным. Каждый из них передавался от наставника к ученику на протяжении тысяч поколений. Нагасена прожил свой век согласно этим наставлениям, и по его мнению они прекрасно его наставляли. Его жизнь была прожита честно, и он сожалеет лишь о немногих вещах. Одно из них, думает он, будет сегодняшняя охота. Он встает из позы со скрещенными ногами, в которой сидел, и вешает свою винтовку через плечо. Вокруг поднимаются на ноги солдаты, активизированные его неожиданным движением. «Пора?» – спрашивает Картона, подавая ему меч с длинным клинком, имеющим лишь едва заметный намек на кривизну. Это исключительное оружие, которое зачехлено в ножны из лакированного дерева, нефрита и перламутра мастер по металлу сработал этот клинок в согласии со строгими спецификациями нагасены однако он не острее не легче и каким-либо другим образом лучше тех миллионов мечей чье производство поставлено на поток в вооружениях теры но он сделан с любовью и вниманием к мелочам чего никогда не сможет воспроизвести ни одна машина нагасена зовет его Сёдзики, что означает честность он благодарит Картона вежливым кивком. И в это время подходит Головко. Он похож на быка и приносит с собой запах ружейной смазки, пота и полировального порошка. В стародавние эпохи предки Нагасены считали бы его варваром, но по нынешним временам он уважаемый человек. Доспехи у Головко объемистые и громоздкие. Они рассчитаны на то, чтобы устрашать. Примерно так же выглядит и его лицо. Он обходится без приветствий, и при виде картона его губы кривятся от инстинктивного отвращения. «Мы должны были ударить посреди ночи», — начинает он, пока Нагасена продевает свой меч через черный кушак, который повязан у него на поясе. «Мы бы застали их врасплох». «В какое бы время мы ни пришли, это не сыграло бы никакой роли», — говорит Нагасена, приглаживая свои черные волосы и размещая их длинный хвост у себя на плече. Такие люди, как те, на кого мы охотимся, никогда не расслабляются по-настоящему. Так что выбрать удобный момент для схватки с ними не удастся в принципе. Как только возьмем первого, а скорее всего еще до этого, остальные мгновенно насторожатся и станут невообразимо опасными. У нас 3000 солдат, указывает головко как будто в подобных случаях все решается одним числом. Черные стражи, атаманские янычары, уланы, даже благородные и могучие кустодии прислали отделение. И тем не менее, этого все еще может оказаться недостаточно, отвечает Нагасена. Против 30? спрашивает Головко. Но Нагасена уже выкинул его из головы. Он отворачивается от воинственного генерала и движется через собравшихся солдат, в молчании ожидающих его сигнала. Они нервничают, чувствуют себя не в своей тарелке. Больше всего их шокирует то, что они собираются поднять оружие против тех, кто сражается ради них на далеких от Терры мирах. Нагасена смотрит вверх, на здание, в котором расквартировано крестовое воинство. Местные называют его командорством. Это величественное строение, ставшими на дыбы золотыми львами, рифленными колоннами и скульптурами воинов, которое увенчано искрящимся куполом из черного мрамора. Высоко над портиком на фронтоне написана фреска, украшенная эпическими образами, а главная дорога, ведущая к обходу в здание, вымощена чудовищными плитами, которые содержат названия миров, приведенных в согласию легионами Астартес. На этих плитах каждый день вырезают новые строки. И Нагасена гадает о том, что чувствуют эти воины, глядя на все растущий список побед своих братьев, тогда как сами они остаются на Терри, все дальше и дальше от кровавого острия границы Империума. «Ваши приказы, мастер?» – спрашивает Картона. Его компаньон не вооружен, но он и без этого смертоносен. Его прежние повелители отточили его мастерство убийцы до такой степени, что он оружие сам по себе. Многие люди не любят картона, будучи даже не в состоянии сформулировать причину. Но Нагасена уже давно привык к его обществу. Он озирает солдат, уверенный, что они хорошо укрыты в хитросплетении роскошных авеню и колонат процессиональных дорог которые обвивают эту часть дворца императора, как драгоценности, шею любимой наложницы. Три тысячи вооруженных людей ждут от него сигнала к штурму, и Нагасина знает, что когда он его отдаст, многие из них умрут. Может статься, что и все они. Мало какие из проведенных охот доставляли ему удовольствие, но это в особенности ему не нравится. Ему хотелось бы снова очутиться на своей горной вилле, где его единственными заботами были бы смешивание красок и уход за садом. Но его желание и нежелание сейчас не играют никакой роли. Задание дано, и долг обязывает его подчиниться. Хотя ему и не нравится этот приказ, он его понимает. Идем со мной, картона, говорит Нагасена, выходя на грандиозную, триумфальную аллею. Картона спешит за ним, удивленный неожиданным поступком своего мастера. Нагасена слышит голос головков в бусине Вокса у себя в ухе и вытягивает ее наружу. Протесты становятся пескливыми и далекими. «Теперь они точно узнают о том, что мы идем», — высказывается Картона, и Нагасена кивает. «Само твое присутствие предупредило как минимум одного из них», — говорит он, ты в самом деле думаешь, что такая масса вооруженных людей сможет приблизиться к подобному месту, и его обитатели не будут об этом знать? Полагаю, что нет, соглашается Картона, бросая взгляд через плечо. Генерал-майор не придет в восторг. Он устроит нам неприятности. Отложим эту проблему на другой день, говорит Нагасена. Пока что меня вполне устраивает, если мы переживем это утро. Очень похоже на то, что мы здесь поляжем. Картона кивает головой. У вас сегодня фаталистический настрой. Возможно, говорит Нагасена, пока они поднимаются по первым ступеням командорства. Мне не нравится вставать раньше солнца. Я считаю это невежливым. Картона прекрасно понимает его состояние. Нагасена устал от охот. Но это задание дал ему человек, чьи приказы пришли с самого верха. Он не мог отказаться. Нагасена чувствует прохладу этого дня через свои шелковые одежды, но не позволяет ей себя отвлечь. Зная, что его доспехи послужат слабой защитой от оружия его добычи, он не стал приказывать картона, чтобы тот облачил его в лакированную броню из керамита, прослоенного адамантиевой сеткой. Наверху в портике появляется человек, и Нагасена чувствует, что его сердце начинает стучать немного быстрее. Он высок и широкоплеч, как и ожидается от воина, которого подвергли генетическим улучшениям, чтобы возвести его на высшую ступень физического развития. Но в нем присутствует обаяние, и это неожиданно. Его волосы длиннее, чем у них принято, и собраны на затылке в короткий хвост. А лицо у него широкое, с характерными плоскими чертами, столь обычными для его собратьев. Нагасена с облегчением видит, что на нем нет брони. Возможно, это знак того, что он вышел не для схватки. На нем красные одежды с каймой цвета слоновой кости. А на его груди покоится нефритовый скоробей в оправе из янтаря. Мужчина наблюдает, как Нагасена и Картона взбираются на вершину лестницы, сохраняя на лице непроницаемое и невыразительное выражение. Хотя нет, это не совсем так. В нем присутствует печаль, видимая лишь в тончайшем изгибе опущенного уголка его губ и в напряженности мышц вокруг его глаз. Нагасена наконец-то достигает вершины лестницы и встает перед мужчиной, который возвышается над ним, как легендарный Они. Те, как утверждается, тоже жили в горах, но древние мифы рассказывают о безобразных существах с рогатыми черепами и широкими ртами, полными устрашающих клыков. В этом же воине нет ничего уродливого. Он – безукоризненный представитель своей породы. «Они – не канаба», – шепчет Картона. Нагасена кивает точности этой фразы, но ничего не отвечает. Воин тоже кивает и спрашивает. Они с железной палицей. Это означает неуязвимость или непобедимость битвы, говорит Нагасена, стараясь скрыть свое удивление тем, что воин знает этот старинный язык древней земли. Я в курсе, отвечает воин. Еще одно значение – сила на силе. Когда данная тебе мощь дополняется умением обращаться с каким-нибудь орудием или внешней энергией и впрямь очень подходит. «Ты от Харва?» – спрашивает Нагасена, понимая теперь, каким образом тот может знать их тайный язык. «Я адептус экземптус от Харва из 15-го легиона», – подтверждает воин. «Ты знаешь, зачем мы здесь?» «Конечно», – отвечает от Харва. «Я ждал вас раньше. Я бы удивился, если бы это было не так. Сколько солдат ты привел?» «Чуть больше трех тысяч», Адхарва обдумывает количество. Мои братья будут оскорблены тем, что ты пришел с такими малыми силами. Ты должен был привести больше, для надежности. Прочие сочли, что этого будет достаточно. Посмотрим, замечает Адхарва. Как будто они обсуждают не более чем умозрительную задачку, а не ужасную, немыслимую растрату жизни граждан Империума. Ты станешь с нами сражаться, Адхарва, – спрашивает Нагасена. «Я надеюсь, что нет. Ты привел своего любимца из клана, уповая на то, что это меня переубедит», – говорит Адхарва в ответ, делая резкий жест в сторону картона. «Ты в самом деле считаешь, что он меня остановит? Реши я тебя убить». «Нет, но я надеялся, что его присутствие может заставить тебя призадуматься». «Я не стану сражаться с тобой, Ясу Нагасена», — говорит Адхарва, и печаль в его глазах теперь видна с безумной отчетливостью. Но Тагор и его братья не позволят себя взять, не проторив алую тропу. Нагасена кивает. Да будет так. Абир Ибн Хальдун выдохнул холодный воздух и увидел в завитках пара своего дыхания мириады узоров, слишком многочисленные, чтобы изучить их в полном объеме, но все равно занимательные. Перевернутая дуга, предрекающая опасность, плотно упакованная генами двойная спираль, означающая воинов из легиона Астартес. Мрачная планета, чью цивилизацию сравняли с черным песком разрушительная война и прошедшие с тех пор бесчетные эоны. В было тихо, отдающий металлом воздух был неподвижным и свежим, и все-таки в нем чувствовалось напряжение. Будучи вполне объяснимым, оно еще сильнее затрудняло и без того сложный сеанс связи. Присутствие хора астропатов в тысячу душ, который окружал Ибн Хальдуна, ощущалось как шум далекого океана, ну или так ему представлялось. Ибо на Хальдуну не доводилось слышать звуки Таранского водоема, превосходящего размером огромные чаши водохранилищ, которые были вырублены внутри беспросветных глубин Уральских и Альпийских круч. Но он был астропатом, и вся его жизнь была окутана метафорами. Ментальное присутствие Хора пока что было пассивным. Огромный запас энергии, которую он использует, чтобы преобразовать пришедшее видение из его сырого состояния беспорядочных образов связанное, легкое для понимания послания. «Ты уже установил контакт?» – спросил Хармейстер. Его голос звучал, словно бы из невероятного далека, хоть он и стоял совсем рядом с Ибн Хальдуном. «Дай ему время, Нема!» – сказала наставница Сарошина успокаивающим голосом с материнскими нотками. Когда соединение будет установлено, мы это поймем. А стропата железных рук не отличаются деликатностью. Я знаю, Аник, ответил хормейстер, я обучал большинство из них. Тогда ты должен понимать, что в этом деле спешка ни к чему. Я-то достаточно хорошо себе это представляю, но лорду Дорну не терпится получить новости о флоте Феруса Мануса, а он вооружен. Не было еще такого случая, чтобы оружие помогло ускорить ход вещей так, чтобы это пошло во благо», — сказала Сарашина. Ибн Хальдун улыбнулся в глубине души ее мягкому наставлению, хотя ссылка на повелителя имперских кулаков напомнила ему о том, насколько важным для Империума был этот сеанс связи. Предательство Хоруса Луперкаля перевернуло естественный порядок вещей, и эмиссары из дворца проявляли настойчивость требуя предоставить им достоверную информацию. Экспедиционные флоты легионов Астартес, миллиардные армии смертных солдат и боевые флотилии, способные на разрушение планетарного масштаба, были рассеяны по галактике, и никто не смог бы сказать наверняка, где точно они находятся или на чью сторону встали. До Терры доходили сообщения о том, что планета за планетой объявляют о поддержке воителя. Но оставалось загадкой, были ли эти утверждения истиной или же измышлениями бунтовщиков. Древний афоризм, гласящий, что первой жертвой любой войны становится правда, никогда не был так точен, как во времена Гражданской войны. «Не опасно ли устанавливать соединения на таких больших расстояниях?» — спросил Максим Головко. Ибн Хальдун ощутил. Полыхающим багрянцы его ауры, свойственную этому человеку враждебным. Может, стоит ввести в транзал стражей? Головко был истребителем псайкером тюремщиком и палачом в одном лице. Новые ограничения, установленные после Великого Собора на Никее, предписывали ему присутствовать в шепчущей башне, и Ибн Хальдун подавил вспышку негодования, вызванного лицемерностью всего этого. Раздражение лишь затуманит его восприятие. А сейчас, как никогда, требовалась ясность. «Нет, Максим», — откликнулась Сарашина. «Я уверена, что с нас и одного тебя хватит». Головко проворчал что-то в подтверждении, не заметив завуалированную колкость. И Иван Хальдун закрылся от разрушительной психики этого человека. Он ощущал нарастающую отстраненность от окружающих. Будто он плавал в амниотическом геле, как принципсы боевых машин-механикум. Он понимал всю срочность этого сеанса связи, но внимательно следил за тем, чтобы скурпулезно проговаривать настраивающие мандры. Форсировать контакт с незнакомым астропатом было бы редкостным безрассудством, особенно если тот находился на расстоянии в полгалактики и несся через варвары направляясь на неукладывающуюся в голове битву между воинами, которые когда-то стояли плечом к плечу с братьями. Которые стояли плечом к плечу как братья. Даже самые талантливые предсказатели из Ватиков не увидели, что грядет такое. Пульс Ибн Хальдуна подскочил вверх. Он ощутил, что запечатанный зал проник еще один разум, сияющий таким ярким светом, что на него невозможно было смотреть прямо. Одновременно его почувствовали и остальные, и все лица развернулись к новоприбывшему. Это была личность, чей внутренний огонь пылал ослепительным блеском сверхновой, пойманной в первый миг ее взрыва. Конечности, насыщенные сверкающими ртутью узорами. Кровь, похожая на свет. Тело свитое из непостижимых энергий и заключенные в слои плоти и мышц кожи и брони. Ибн Хальдун не мог различить ни одной черты лица, так как каждая из составляющих его молекул выглядела миниатюрной галактикой, роящейся пылающими звездами. Только одна разновидность существ была скроена с такой совершенной красотой. «Лорд Дорн», — произнес Хармейстер, — удивление придало восходящую интонацию его голосу, превратившую слова в вопрос. «Как вы?» «На Тере, Хармейстер, для меня нет закрытых врат», — сказал Дорн, его слова походили на яркие выбросы из короны неистовой звезды. Они еще долго не исчезали после того, как затихал звук. И Ибн Хальдун чувствовал, как наполняющая их энергия струится прочь сквозь охваченный благоговением хор. Это закрытый ритуал, запротестовал Хармейстер. Вам нельзя здесь находиться. Дорн решительно направился к центру транзала. Ибн Хальдун почувствовал как от близости столь неистовой и непреклонной души по его коже забегали мурашки. Сознание большинства смертных бурлили приземленной суматохой. Но разум Рогала Дорна был неприступной твердыней, неподатливой и стойко хранящей свои тайны. Еще никому не удавалось узнать от Дорна хоть что-то из того, что он не желал раскрыть. «Мои братья приближаются к Иствану-5», — ответил Дорн. «Мне необходимо здесь находиться». «Связь еще только предстоит установить, лорд Дорн», — заговорила Сарашина. «Отчетливо понимаю всю бесплодность попытки выставить примарха из трансзала. Но если вы намерены остаться, вы можете лишь наблюдать и не более того. Как только соединение будет установлено, не говорите ни слова». «Я не нуждаюсь в лекции», — сказал Дорн. «Я знаю, как работает астропатическая связь. Если бы это было так, вы не нарушили бы охранительную печать на этом помещении, возразила Сарацина. Ибн Хальдун почувствовал краткую вспышку раздражения, пришедшего из-за монолитных стен ментальной крепости Рогала Дорна. Его почти сразу же сменило спокойное свечение невольного уважения, хотя Ибн Хальдун воспринял все это лишь потому, что Дорн позволил ему это сделать. «Замечание принято, наставница Сарашина», — сказал Дорн. «Я буду молчать, даю свое слово». Ибо Нахальдун заставил себя отвлечь свои чувства от примарха. Это был настоящий подвиг с его стороны, ибо Дорн был таким притягательным, что приковывал к себе все мысли находящихся по соседству людей. Вместо этого астропат расширил свой разум вовне, в гулкое пространство огромного зала, в котором он лежал, это помещение в форме большого амфитеатра, расположенное в самом сердце шепчущей башни, создали древние когносцинцы, которые возвели город прозрения много тысячелетий тому назад. Они не имели себе равных по части проектирования строений, оптимальных для псионической деятельности. Добыв это знание дорогой ценой в незапамятную эпоху разрушительных пси -войн. Но их науки уже давно были забыты, а вместе с ними утерялось и искусство конструирования подобных резонансных структур. Надменные архитекторы императора возвели вокруг шепчущей башни собственные богато разукрашенные шпили. Но какие бы чванливые заявления они ни делали, среди мрачных транзалов города прозрения она дотягивалась в бездны межзвездных пространств дальше всех. Ибн Хальдуна окружала тысяча высококвалифицированных астропатов, которые сидели на уходящих вверх ярусах, словно аудитория некоего гротескного представления в анатомическом театре. Каждый телепат полулежал на удерживаемом троне, повторявшем контуры его тела, и представал перед сознанием Ибн Хальдуна в виде мерцающих световых пятен. По краю восприятия царапнуло едва различимое изменение в отголосках Кора, и он сконцентрировался еще сильнее. В башне влекло сообщение. Шепчущие камни, встроенные в обшитые железом стены, засветились невидимым светом, облегчая продвижение приближающегося послания и направляя его к центру трансзала. «Он здесь», — сообщил Иван Хальдун когда ощущение присутствия астропата-отправителя затопило помещение девятым валом. Отосланное им было неоформленным и расплывчатым. Это был далекий крик, изо всех сил стремящийся быть услышанным. И Ивен Хальдун обхватил его своим разумом. Их сознания потихоньку соприкоснулись, словно незнакомцы, нащупывающие руки друг друга в темной комнате. Ибн Хальдун судорожно вздохнул, ощутив, как жесткая структура поверхности чужого ума трется о границе его собственного. Грубое, резкое, прямое и агрессивное послание было типичным для астропата, приписанного к Легиону Железных Рук и прослужившего вместе с ними долгие периоды времени. Перед Ибн Хальдуном замелькали коды шифра, представленные в замысловатой последовательности цветов и чисел. Подобные синестетические соощущения служили необходимым подтверждением личностей обоих астропатов перед тем, как мог начаться сеанс связи. «Есть?» – спросил Хармейстер. Иван Хальдун не ответил. Чтобы воспринять мысли другого разума, с такого далекого расстояния требовалась абсолютная сосредоточенность. Он надежно удерживал соединение, хотя флюктуации варпа, случайные потоки эфирных энергий и бормочащие шелест миллионов накладывающихся друг на друга отзвуков и стремились его нарушить. Подобно тому, как любовники постепенно приобретают понимание ритмов и нюансов движения своих партнеров, так и двум разумам становилось все легче поддерживать свой союз. Хотя назвать что-либо подобного рода легким означало категорически преуменьшить его сложность. Ибн Хальдун чувствовал холодные пустынные просторы им материума, которые окружали его со всех сторон, волнуясь, как терзаемые штормом океан. И как и пучины древней Земли они тоже служили домом для тварей всех форм и размеров, ибн Хальдун ощущал, как они роятся вокруг яркого луча соединения кружа вокруг возможной добычи, словно опасливые хищники. «Я установил контакт», — сказал он, — «но я не могу долго его удерживать». Призрачные очертания какого-то очень далекого места начали смешиваться с картиной транзала, соединяемой чувственным восприятием Ибн Хальдуна. Так неисправный пиктор транслирует два разных изображения на один и тот же экран. Ибн Хальдун узнал в туманном образе каюту Астропата, которая полностью отвечала канонам аскетической эстетики Десятого Легиона. Вокруг него возникли фигуры, как будто за сеансом пришли понаблюдать безликие призраки. Это были туманные контуры из полинов, из полированного металла, с суровыми аурами и угловатыми очертаниями, и от них веяло холодным ощущением машин. Да, это определенно был корабль железных рук. Ибн Хальдун проигнорировал их присутствие и позволил, чтобы содержание послания начало вливаться в его разум. Оно пришло в виде наплыва образов, бессмысленных и неразборчивых, но никто и не ждал ничего другого. Психическая песня хора взлетала в созвучии с усилиями, прилагаемыми им для обработки послания и он тянул энергию из обеспечивающего им источника. Астропату могло хватить собственной воли и умственной стойкости, чтобы придать связную форму простым посланиям, переданным с планетарных расстояний. Но для сообщения, отправленного из такого далека, требовалось больше энергии, чем мог предоставить один человек. Хальдун был особенным. Он был астропатом, чье мастерство метапсихического распознавания могло преобразовать сбивчивую сумятицу невразумительных символов, превратив ее в сообщение, которое смог бы расшифровать даже новичок. Грубые, настойчивые мысли экспедиционного астропата выливались в умственное пространство Ибн Хальдуна, и заимствованная им энергия сглаживала их неровные края и позволяла оформиться содержанию сообщения. Ибн Хальдун извлекал суть послания, интерпретируя и экстраполируя образы вместе со звуками, сопрягал условные обозначения с общепринятыми аллегорическими отсылками. Это было искусство, великолепный ментальный балет, который строился частью на интуиции, частью на природном таланте, а частью на пройденном обучении. И так же, как ни один летописец из породы творческих людей, никогда не сможет по-настоящему объяснить, как он достиг мастерства в своем деле. Так и Ибн Хальдун не смог бы сформулировать, как он извлекает смысл из бессмыслицы, значение из хаоса. Из него посыпались слова, преобразованные из зашифрованных символов, в виде которых они были посланы. «Мир черного песка, Истван», — сказал он. «Пятая планета. Легион идет на хорошей скорости. Возмездие лорда Дорна летит прямо в цель. Но сыны Медузы ударят прежде, чем даже вороны или повелители Ноктюрна. Лорд Манус предъявляет требования на первую кровь и на голову Феникса. В зал влилась еще одна порция послания. Ибн Хальдун ощутил, как на ярусах над ним умерло несколько астропатов, чьи энергетические резервы были израсходованы. Этот сеанс был настолько важным, что потери среди хора были сочтены приемлемыми. Гаргон с Медузы будет первым воином Императора, который ступит на Иство. Он станет острием копья, которое пронзит сердце Хоруса Луперкаля. Он станет отмстителем. Послание неожиданно закончилось. Ибн Хальдун обмяк в удерживающем устройстве, позволяя дыханию вернуться к нормальному ритму. Его разум, опустошенный окончанием сеанса, начал сложную процедуру собственного переупорядочивания, но ему понадобится отдыхать много дней, чтобы полностью оправиться от этого испытания. Как обычно в таких случаях ему захотелось сесть и открыть глаза но ограничители удерживающего устройства и завеса защитных век на пустых глазницах не позволяли ему ни того, ни другого. «Сделано!» – прошептал он. И его слова раскатились по помещению, словно он выкрикнул их во весь голос. «Больше ничего нет!» Наставница Сарашина взяла его за руку и погладила по блестящему от пота лбу. Его сознание уже меркло после такого интенсивного умственного напряжения, над ним навис лорд Дорн. Вокруг золотых изгибов его боевых доспехов играл сверкающий ореол света. И близость такой неприкрытой мощи была как разряд дефибриллятора, который удерживал Ибн Хальдуна от соскальзывания в восстановительный транс. «Будь проклята, твоя нетерпеливость, Ферус, ты меня в гроб угонишь!» – прошипел Дорн. Его голос выдал всю тяжесть чудовищного бремени, которое он на себе нес, План требует, чтобы ты следовал моим приказам, вплоть до последней буквы. Примарх имперских кулаков развернулся к Хармейстеру. Больше ничего нет. Вы уверены, что это все послание целиком? Если Абир Ибн Хальдун говорит, что больше ничего нет, значит больше ничего нет, заявил Хармейстер. Криптостезики процедят последники в поисках любого остаточного смысла или скрытых подтекстов. Но Ибн Хальдун один из наших самых лучших. Рогалдорн тут же набросился на него. Один из ваших лучших. Почему для приема такого критического сообщения вы не задействовали своего самого лучшего телепата? Харместер и Сарашина обменялись взглядами, и Ибн Хальдун ощутил их напряженность, когда в их воображении возник образ астропата, который уже давно как покинул шепчущую башню, чтобы вознестись горделивым высотам должности телепатика, приписанного к знатному дому навесна Набелита наш лучший пока еще не среди нас», — ответил Хармейстер. «Я приказал вам использовать все и вся, чтобы поставлять мне надежные сведения с рубежей», — сказал Дорн, кладя руку на навершие своего массивного меча, сделанное из оникса и золота. «Кто-нибудь из вас вообще понимает, что стоит на кону? Я вынужден вести войну вслепую. Мне приходится сражаться с врагом, которого я не могу оценить. И я преуспею в этом, только если буду знать, что происходит по дороге к Иствану с абсолютной точностью. Чтобы спасти Империум, мне нужно, чтобы вы задействовали только самых лучших своих операторов. Достоверность – вот единственное, что имеет значение. Понимаете? Мы очень хорошо это понимаем, лорд Дорн, сказал Хармейстер после секундной заминки. Пока мы здесь разговариваем, наш лучший сотрудник находится на обратной дороге к нам, добавила Сарашина. Но он будет не в том состоянии, чтобы нам помочь. Пока что. Почему нет? Потребовал от нее Рогалдорн. Сарашина вздохнула. Потому что его разум придется восстанавливать заново. Часть первая. Грезы о красном зале. Один. Крыша мира. Пигалица. Возвращение домой. 1. Путники поднимались окаменелыми утесами у Таракханда и бесплодными радиоактивными пустынями у Тарпрадиша, затем через долину Брахмапутры, приближаясь к крыше мира с каждым проходившим днем, на равнины Терра-Эдуара, ныне занятые корабельщиками механикум, под наземные доки своих ремонтных верфей. Миновав эти железные соборы, озаряемые светом карбитных ламп, они поднялись еще выше, в разреженную атмосферу Бхабхара, где земли были изрезаны параллельными каналами, которые талые воды с высочайших пиков когда-то достигали низлежащих равнин. В свое время здесь произрастали огромные массивы буйных джунглей. Но это было еще до того, как войны древности уничтожили почти все живое на поверхности планеты. Океаны выкипели, континенты выгорели. И в этих конфликтах было утрачено столь многое из того, что делало эти места такими особенными. Но мир выстоял. В этом конкретном лесу когда-то преобладала Шарея, любимое дерево древнего бога, давно исчезнувшего царства которая господствовала в свое время над окрестными землями. Один из немногих дошедших до современности мифов этой империи гласил, что ее величайшая царица произвела на свет смертное божество в деревне страны Шакьев, сжимая в руках ветви Шреи. От этого бога пошла новая религия, но к настоящему времени от его учений ничего не осталось, и не сохранилось сказаний, которые могли бы поведать о том, было ли это божество гневливым или же милосердным. Путники не знали ничего об истории этой религии, поскольку сейчас Бхабхар был унылым захолустьем, чьи ландшафты заполняли палаточные городки для рабочих, раскинувшиеся от горизонта и до горизонта. В мегаполисах из брезента и сборных пластиковых блоков ни на миг не стихала активность. Здесь сосредоточились миллионы искусных мастеровых, Чернорабочих и гигантских мигу, примитивные плоть и мышцы, приводящие в движение машину строительных работ, которые в настоящее время охватывали самые дальние горные пределы, и еще выше высокогорный скальный пояс Шивалика, где путники провели всю ночь на Четванской процессиальной дороге с выстроившимися вдоль нее статуями, а потом сделали рывок через маханский перевал к Хриту Махабхарат-Лек где из титанических пиков вырастали первые из великих врат, напоминая мрачный вход в логово спящего гиганта. То были врата Примус, и в более мирные времена инкрустированное лазуритом серебро из хиссонов сверкало под солнцем, как утренняя роса самого первого дня творения. Но сейчас их скрывали адамантиевые панели, а изысканные геммы, с которых путешествующие начинали открывать для себя дворец императора, были заперты где-то в надежных сейфах. Из зубчатых парапетов вырастали гигантские краны, и громоздкие грузоподъемники, а из-под сварочных резаков с сияющими фосфорическим светом мундштуками сыпались каскады искр. Перед вратами толпились тысячи просителей и челобитчиков терпеливо дожидаясь своей очереди, чтобы пройти сквозь их грандиозное великолепие. Не все достигнут величайшего сердца дворца. Для многих восхождение окажется слишком тяжелым, или путешествие чересчур долгим, или чудеса слишком восхитительными, чтобы их смог вынести рассудок. За просителями присматривала фаланга солдат, сверкающих на грудниках из нефрита и слоновой кости и воздух был пропитан пугающей, необычной атмосферой. Через толпу двигалась одинокая фигура, целиком заключенная в золотую броню, и багрец плюмажа из конского волоса на ее шлеме выделялся, как пятно крови на снегу. В прежние времена врата Примус не запирались. И сам факт того, что они были закрыты, был четким звоночком о том, что ось галактики дала крен. У человечества появился новый враг враг с хорошо знакомым лицом. И даже сейчас среди людей могли быть его агенты. Граждане Терры уже не могли свободно разгуливать в пределах владений своего повелителя. До сих пор эти нововведенные строгие меры безопасности, которыми был окружен континентальный дворец императора, практически не препятствовали продвижению путников вглубь горных пиков. Но сейчас они слишком приблизились к яркому пламени сердца империума, чтобы проскочить незамеченными. Во дворец мигрировали миллионы рабочих, и такое огромное количество лиц требовало надзора. Их заметили, но прохождение врат Примус не причинило особых неудобств, поскольку при них были документы, скрепленные печатью одного из великих домов-навигаторов. И когда открыли проход, ее аметистовый цвет вселил должное почтение в костелянах. Прохождение под сенью врат потребовало многих часов, и сразу же за ними началось великолепие дальних рубежей дворца. О нем рассказывали, как о короне света на вершине мира, как об огромном материковом пространстве, полнящемся непревзойденными архитектурными шедеврами, и как о величайшем творении человечества. Но подобные описания не могли передать всю его монументальную необъятность, всю безграничность внушаемого им благоговения и всю степень невозможности поверить в сам факт его существования. Многие просители, потратившие нажитое имя за целую жизнь, чтобы увидеть дворец, проходили его первыми вратами и не поднимались дальше, а рабев до предобморочного состояния, уже от зрелища его самых непримечательных проспектов, процессиальных дорог и башен. Это был монументальный замысел, воплощенный с размахом не людей, но богов. За кольцами причалов и посадочными полями плата Брахмапутры вздымались высочайшие пики, голая гора, черный великан, бирюзовая богиня и некогда самый великий из них божественная мать. Ни один из них не избежал внимания механикум или военных каменщиков императора. Их вершины срезали, а в коренной породе пробили глубокие шурфы, нужные для закрепления фундамента огромного дворца. «Впечатляет!» – высказался Белан Тортега с заднего сиденья роскошного бронированного скиммера. Кай Зулейн вперился в хирургиона враждебным взглядом. «Я тебя ненавижу!» – сообщил он. 2. Салон скиммера был отделан панелями из инопланетной древесины, добытой в широколиственных лесах елы. Его металлические поверхности окаймляла украшенная гравировкой платина, а вделанные в них плоские пик-планшеты показывали повторяющуюся последовательность безмятежных инопланетных пейзажей. Сиденье обтягивал роскошный вельвет аметистового цвета с вышитым золотым гербом дома Кастана. Нежное освещение смягчало резкие кромки внутренней отделки. А бар-холодильник с превосходным ассортиментом подразумевал, что даже длительное путешествие можно провести с комфортом. Единственным, что портило элегантную роскошь обстановки салона, было присутствие четырех латников дома Кастана. В салоне Скиммера было тесно от их аугментированных тел, запакованных в кольцевые сегменты блестящих черных панцирей, сочлененных с доспехами из прессованной кожи. Дом Кастана занимал лидирующую позицию среди семейств навес и легко мог позволить себе оплатить разорительные цены механику, чтобы усовершенствовать штат своих охранников. Их лица скрывали визоры, лоснящихся черных шлемов, и каждый из них, как и сам Скиммер, был снабжен демпферными псикристаллическими устройствами для защиты от псионического вторжения. Эти солдаты находились здесь, якобы в качестве защитного эскорта, но боевые дробовики, которые они крепко сжимали в своих тяжелых кожаных крагах, не оставляли у Кая сомнений, что он мало чем отличается от пленника. Он откинулся в широком кресле, расслабляя спину, и обнаружил, что не в состоянии наслаждаться комфортом, который когда-то принимал как должное. Он держал в ладонях стакан с красновато-коричневым амасиком, закручивая напиток в граненом хрустальном сосуде, который стоил больше, чем годовой заработок большинства граждан. Кай лениво подумал, не вышвырнуть ли его в окно, но потом решил, что столь жалкий бунт не даст ничего, кроме злости на самого себя. Кроме того, алкоголь притуплял тупую боль психвори, которая изводила его с момента возвращения на терру. Беллан Тортега, который сидел через проход от Кая, таращился в окно с открытым от восторга ртом. Хирургион посещал дворец в первый раз, и это было заметно. С того самого времени, как они прошли под сенью врат Примус, а это было примерно 20 часов назад, он не переставал оглашать названия достопримечательностей и восхищаться неописуемым количеством людей в разных районах дворца. Их маршрут вел их через плата Брахмапутры. И Кай сохранял притворно скучающее выражение, как будто приклеившееся к его лицу. Он знал, что увидеть колыбель человечества в такой близи было большой честью, но был слишком погружен в свои собственные напасти, чтобы уделять окрестностям много внимания. Я думаю, что крытый амфитеатр, вон тот, который одет в леса, это инвестиарий, сообщил Тортега. Статуи примархов внутри него скрыты под траурными накидками. Почему? спросил Кай. В смысле, я имею в виду, зачем закрывать статую? Она же ничего не видит. Это символическое действие, Кай, сказал Тортега. Оно олицетворяет желание императора оградить своих сынов от предательства их братьев. Олицетворяет потерю времени, если ты меня об этом спросишь. Я-то думал, что у императора есть о чем волноваться, кроме как о бессмысленном символизме. Тортега вздохнул. Кай, ты знаешь, в чем заключается твоя самая большая проблема? Я прекрасно осведомлен о своих проблемах, милый хирургион, огрызнулся Кай. Ты без устали напоминаешь мне о них каждый божий день. Ты не ценишь того, как тебе повезло, — продолжил Тортега, как будто Кай вообще не раскрывал рта. Кай проглотил язвительный ответ и налил себе еще одну порцию. Патриарх Вердучина имел полное право настоять на твоем изгнании из телепатика. И что бы ты тогда делал? Все ищейки взяли бы тебя в тот же день. Во время своего пребывания в медучреждениях дома Кастана на скалистом островке Киприос, Кай обычно пытался умерить пыл этих нотаций, но время и отсутствие реакции заставили его осознать, что если уж Тортега начал, то его невозможно остановить. Ты думаешь, что смог бы позволить себе эту глазную аугметику, если бы не дом Кастана? продолжал между тем Тортега. А позорь дом! и они заберут ее обратно, помяни мое слово. Тебе, молодой человек, есть много за что быть благодарным, и пора бы тебе это понять, пока еще не стало слишком поздно. «Уже слишком поздно», — сказал Кай. «Посмотри, где мы находимся и куда я направляюсь». «Кай, мы находимся в самом сердце рода человеческого. И когда после этой нелепой войны Империум объединится вновь, в это место потекут толпы людей, — сказал Тортега, подаваясь вперед и кладя руку на колено Кая. Ощущение было болезненным. Кая передернула от неуместной и чрезмерной фамильярности хирургиона. «Не трогай меня», — сказал он. «Ты разве ничего не знаешь о телепатах? Ты на самом деле хочешь, чтобы я узнал все твои мелкие грязные секреты?» Тортега стремительно отдернул руку, и Кай покачал головой. «Идиот! У меня нет способности к психометрии, но ты забеспокоился, да? Что ты скрываешь от старика вердучины? Злоупотребление наркотиками, недозволенные шашни с пациентами, извращенные сексуальные отклонения. Хирургион побагровел, а Кай расхохотался. Тартега, ты просто жалкий, смешной человечешка. Думаешь, вердучина тебя ценит, симпатизирует тебе? Да ты для него ничто, Просто еще один служащий расходный материал. Это если он вообще знает, как тебя зовут. Тортега выпрямился, как будто проглотив аршин, но не поддался на провокацию Кая. Вместо этого он вернулся к разглядыванию чудес, которые проплывали мимо их Скиммера. Вон там, лукаво сказал Тортега, это косница Хамазан. Я видел пикты, но они не передают всего величия ее масштабов. Воистину, нужно увидеть ее собственными глазами, чтобы оценить всю гармоничность ее пропорций. А вон та сводчатая галерея с золочеными флеронами и ротондами, как мне кажется, ведет в башню Астартес. Говорят, что здесь император в последний раз разговаривал с примархами, прежде чем экспедиционные флотилии разлетелись по дальним уголкам империума знаменитые арии из партитуры богатырей кинской повествуют о каждом дне который император провел со своими сынами могу побиться об заклад он жалеет что не уделил этому больше времени лениво произнес кай приканчивая омасик и ставя стакан на полированную стойку из красного дерева рядом с собой ему хотелось выпить еще одну дозу опустошить бутылку целиком. Все что угодно, лишь бы притупить боль. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Тортега. «Возможно, если бы император провел с Хорусом Луперкалем дольше одного дня, мы не очутились бы в этом дерьме». «Тише!» — сказал Тортега. «Ты не можешь говорить такие вещи. Ни здесь, ни в этом месте. Кто же меня остановит?» Тортега покачал головой. «Что за удовольствие ты находишь в том, что ведешь себя так вызывающе?» Кай пожал плечами. «Я просто указываю на то, что если бы император уделял больше времени своим примархам, то они, может, статься и не обратились бы против него. Эту мысль вряд ли можно считать изменнической». «Кто скажет, что в эти дни сочтут изменой?» — вздохнул Тортега. «А ты спроси крестовое воинство», — сказал Кай. «Уверен, у них найдется, что тебе пора сказать». Три. На то, чтобы достичь конечного пункта маршрута, ушел еще один день. Тортега проводил время, перечисляя чудеса дворца, которые ему, скорее всего, не доведется увидеть еще раз. Галерея зимы, мавзолей у холл просителей, хрустальная обсерватория, обугленное командорство, долгий зал и кузня плоти и стали, в котором был окончательно скреплен исторический пакт между жречеством Марса и Террой. Ее венчал двуглавый орел из Ауслита и Порфира. В свете умирающего заката он казался залитым кровью. Кай ощутил близость города прозрения задолго до того, как тот показался на горизонте. Он был пространством зловещей пустоты среди этого муравейника ментальной активности. Все демпферы, которыми был оснащен скиммер, блокировали практически все случайные мысли миллиардов работников, чернорабочих, песцов, техников, ремесленников и солдат, которые находились внутри дворцовых стен. Но Кай все-таки воспринимал фоновый гул, производимый таким огромным населением. На поступах же к штаб-квартире Адептус Астротелепатика не ощущалось ничего, ни малейшего намека на то, что в этой заброшенной части дворца кто-то жил. Это не обманывало Кая, который провел в ее унылых башнях почти что десятилетия, участь использовать дарованные ему силы во благо Империума. Возвращаясь мыслями к тем дням, он почувствовал мимолетное касание ностальгии, но ожесточенно придушил ее, поскольку это возвращение домой не было ему в радость. Тогда как другие районы дворца были гимном объединению, строители города прозрения, казалось, приложили все свои старания, чтобы создать нечто, рассчитанное на вселение в душу тягостного чувства. За пределами владений астротелепатов архитектура дворца вздымалась ввысь в прославлении достижений человечества, а скульптуры напоминали благодарному населению о всем том, что было отстроено заново после ужасных войн планетарных масштабов, которые поставили человечество на грань вымирания. В городе прозрения не обнаружилось ничего подобного, и когда Скиммер прошел под обсидиановой аркой, встроенной в его внешние стены, Кай ощутил лишь щемящее чувство безысходности. Тортега вертел головой, глазея на лес железных башен, неосвещенные мансарды и безмолвные проезды. Улицы, находящиеся по ту сторону глянцево-черного свода, полнились волнующейся, деятельной человеческой массой. Но здешние дороги населяли лишь одинокие призраки, закутанные в зеленые одежды. «Полагаю, сейчас у тебя много чего всплывет в памяти», — предположил Тортега. Кай кивнул и сказал, «Как же я тебя ненавижу!» 4. Находиться на улицах в такое позднее время было безрассудством. Но у Роксаны не было другого выбора, кроме как отважиться выйти во мрак. Стояла ночь, но в городе просителей никогда не было темно по-настоящему. Бочки факелы отбрасывали колеблющийся свет на стены окружающих зданий. Горели фонари, свисающие с крюков самодельных осветительных столбов. Дым, испускаемый химическими горелками, льнул к покосившимся строениям, сооруженным из типовых панелей, уворованных из мусорных куч механикум или со строительных площадок под стенами дворца. С некоторых самых больших жилищ тянулись вверх усики антенн, уходя в дымную хмарь, которая висела над стихийной городской застройкой. Гирлянда с тканевыми флажками, натянутая между углами домов, безуспешно пыталась скрасить убогость пейзажа. Ближайшая к Роксане стена скрылась за слоем прокламации «Lectitio divinitatus», напечатанных слепым шрифтом прямо на старых пропагандистских листовках. Все инстинкты Роксаны советовали ей не покидать храм. Но зрелище плачущих детишек Майи убедило ее, что другого выхода нет. Инфекция, снедавшая их крошечные тельца, уже как следует развелась. И без лекарств они умрут к рассвету. Два других отпрыска Майи уже лежали у ног отсутствующего ангела. А их мать рыдала и причитала в его лишенное черт лицо. Паладис рассказала Роксане, как пройти к дому змеи. И она заботилась о том, чтобы в точности следовать его инструкциям. Она еще никогда не забредала так далеко от храма. И хоть она и боялась, но вместе с тем испытывала азарт. Для девушки которая, по сути, росла в плену у собственной семьи, чувство риска было раскрепощающим и пьянящим. И точно так же, как в городе никогда не темнело по-настоящему, в нем никогда не было полной тишины. Металл громко стучал по металлу. Плакали дети, кричали матери. Безумные проповедники декламировали свое святое писание об императоре. А пьяные выкрикивали в воздух спернословие. В свое время Роксана прочла множество исторических книг и семейной библиотеки, где говорилось о городах Древней Земли и о том, какими они были перенаселенными трущобами, где миллионы людей жили друг у друга на головах в ужасающей нищете. Так, как рассказывали ей домашние учителя, прошедшие самую тщательную проверку на благонадежность, было в древние века, в эпоху до пришествия императора. Недавно прозревшим глазам Роксаны не казалось, что что-то сильно изменилось. Казалось абсурдным, что подобная нищета может существовать под боком дворца, этого живого символа новой эры прогресса и просвещения. Окружающий дворец Золотой Ореол омывал сияющим заревом высочайшие строения зодчих монументалистов. Но на город просителей не падало даже отблеска того света и чуда, что несли в галактику армии императора. Роксана гадала, не отрядила ли ее семья кого-нибудь на ее поиски, и не рыскают ли прямо сейчас агенты ее отца по улицам города, высматривая его своенравную дочь. Возможно, но скорее всего нет. Пыль от скандала, разыгравшегося вокруг ее последнего полета, еще не улеглась. И она могла представить, что среди членов их семейной иерархии найдутся и такие, кто будет более чем счастлив узнать, что она затерялась среди безликой толпы. Она выбросила подобные мысли из головы и сосредоточилась на предстоящем маршруте. Шататься по улицам города в такое позднее время было достаточно опасным занятием. Даже если не отвлекаться на размышления о мировой несправедливости или о жизни, которую она отвергла. Вот это стало теперь ее жизнью. И оно было едва ли не диаметральной противоположностью всего того, что она знала прежде. А Роксана, скрытая капюшоном и закутанная в одежды из грубой грязно-коричневой ткани, выглядела вполне безобидно для уличной среды. Хотя еще пару месяцев назад ей бы и в голову не пришло, что она будет носить что-то подобное. Те немногие люди, мимо которых она проходила, старательно избегали ее взгляда украдкой пробираясь по улицам по своим тайным делам. Она следила за тем, чтобы ее капюшон был как следует натянут на голову, сохраняя ее лицо в тени, и съеживалась во время ходьбы, что было обычным делом среди обитателей этого города. Чем меньше внимания она привлекала, тем лучше. Дом змеи находился в глубине территории клана Дхакал. И вот чего она совершенно точно не хотела, так это наткнуться по дороге на кого-нибудь из людей бабу. В лучшем случае они по-быстрому ее убьют и оберут труп. В худшем – натешатся с ней в свое удовольствие, прежде чем выбросить изуродованное тело в сточную канаву. Роксана видела тело девушки, нарвавшейся на кхоту, самого страшного силовика бабу, и поняла в тот миг, что у нее не укладывается в голове, как человеческое существо может творить такие ужасные вещи? Отец девушки принес ее труп в храм и передал им все, что у него было. Паладис пытался удержать мужчину, прекрасно зная, куда тот пойдет. Но скорбящего отца невозможно было переубедить. Следующей ночью его тело нашли на границе территории клана Тхакал. Ему отрубили конечности и подвесили на железных мясных крюках. Да. В городе просителей было опасно выходить из дома после заката, но малыши Майи нуждались в противомикробных препаратах, а Антиох был единственным хирургионом, у которого имелись лекарства, не разбавленные таким количеством примесей, чтобы от них мог быть хоть какой-то толк. Старик заламывал грабительские цены, но это не имело значения для Палладиса, если речь заходила о детях. В любом случае, во что можно было оценить жизнь, если храм никогда не нуждался в деньгах? Скорбящие были щедры на монеты, как будто страшась, что малейший признак скупости каким-то образом помешает их мертвым обрести покой. Имперская истина не признавала жизнь за пределами телесного мира и гласила, что смерть была окончанием жизненного пути личности. Но Роксана не заблуждалась на этот счет ей доводилось всматриваться в то мрачное царство что лежало за ужасающе проницаемыми барьерами реальности и повидать вещи которые заставили ее усомниться во всем том что ей в свое время рассказывали она выбросила из головы такие опасные мысли чувствуя как учащается дыхание а пульс несется в скач запретные воспоминания рвались на поверхность перед глазами вставали кошмарные картины лишенные кожи тела пылающие огнем из самого своего нутра, влажные органы, свисающие из тел, черепа, вылизанные изнутри до блеска. Она отчаянно старалась их прогнать, сосредоточившись на чем-нибудь несущественном. В памяти воскресали запах крови и вонь озона от отказывающих щитов, и Роксана сконцентрировала все свое внимание на графике, которым была размалевана ближайшая к ней стена. Картина изображала гигантских воинов из легионов Астартес, которые попирали только что завоеванные миры. Краски были яркими до вульгарности, и несмотря на отсутствие эстетических достоинств, ей нельзя было отказать в динамизме. Художник явно не имел представления об истинных размерах космодесантников, поскольку закованные в броню фигуры были не намного больше, чем сопровождающие их смертные солдаты. Роксане доводилось видеть Астартес во всей их устрашающей мощи. И она прекрасно знала, до каких противоестественных масштабов они раздавались. Они походили комплекцией на уродливых огров, но при этом были неожиданно гибкими и грациозными. Над картиной поработали вандалы, и несколько фигур частично скрылись под выплеснутым на них известковым раствором, а также под лозунгами которые обнадеживающие сообщали ей, что император защищает. Фиолетовая масть детей императора и голубой окрас пожирателей миров исчезли почти полностью, тогда как белизна и желтоватая зелень гвардейца смерти еще проглядывали из-под множества гневных мазков кисти. Лунный волк завывал из-под обширного потека краски, а у железного воина было незаслуженно стесано лицо и его фрагменты валялись на плотно утрамбованной земле. Дыхание Роксаны стало спокойнее. Она протянула руку, чтобы коснуться картины и вернуть себе уравновешенное состояние с помощью ободряющего ощущения твердости стены. Она закрыла глаза и прислонила лоб к неровной кирпичной кладке, делая медленные вдохи и воображая просторы пустой бесплодной пустыни. Отдающий металлом смарат потрохов ослабел, и снова вернулись характерные людские ароматы в виде пронзительной вони, жарящегося мяса и застоявшегося пота. В смеси все сильнее ощущался ядовитый запах самокруток с баком. «В пустыне жизни нет и следа», — заговорила она, повторяя словесную формулу, которой ее научили домашние учителя в таком далеком прошлом. «В этих песках стою я одна», Ничто не может меня уязвить, ничто не может меня осквернить. — Экая жалость, пигалица, что ты вдали от пустыни! — проворчал голос за ее спиной. Роксана в страхе обернулась, и все мысли о равновесии и пустынях унесло из ее головы, как листья по осени. К стене напротив картины расслабленно привалилась троица мужчин в густых мехах и рабочих комбинезонах из грубого брезента. Все они курили, и над их головами туманом висели голубые облачка. Они были смуглыми и с неровной кожей, и выглядели неповоротливыми бугаями. Но Роксана была не настолько глупа, чтобы сбросить их со счетов, как обычных пьяниц или бандитов. «Я не ищу неприятностей», — сказала девушка, поднимая свои руки ладонями вверх и протягивая их в сторону мужчин. Они загоготали, и вперед выступил узкоглазый человек с длинными висящими усами. Он щелчком отбросил свою самокрутку в сторону. Экая жалость, пигалица, ведь неприятности тебя уже нашли. Пожалуйста, попросила Роксана, если вы люди, Бабу Дхакала, вам следует уйти. Всем будет только лучше, если вы просто оставите меня в покое. Поверьте мне. Если ты знаешь, что мы работаем на бабу. То ты понимаешь, что мы не собираемся тебя отпускать, – сказал мужчина, жестами подзывая к себе своих компаньонов. А Роксана увидела, что за кушаки их комбинезонов заткнуты крупнокалиберные пистолеты, а к бедрам пристегнуты примитивные, сделанные вручную заточки. Усатый главарь потянул с поясного ремня свое оружие – сверкающий длинный нож с изогнутым вперед клинком. Он поднял его к своим губам и провел по лезвию желтоватым языком. По его подбородку потекли капли крови, и он расплылся в улыбке, демонстрируя покрасневшие зубы. «Ты из церкви смерти, так?» — спросил он. «Да, я из храма горя», — подтвердила Роксана, стараясь говорить как можно более безразличным тоном. «Вот почему вы должны оставить меня в покое». «Уже слишком поздно, пигалица», Догадываюсь, что ты держишь курс к Антиоху. А раз тебе по карману его цены, то у тебя должна быть куча монет. Давай их сюда прямо сейчас, и мы будем к тебе снисходительны. Ну разве что, порежем тебя чуток. Я не могу этого сделать, сказала Роксана. Конечно можешь. Просто сунь руку под эту свою мантию и давай их сюда. Тебе же самой будет легче, поверь мне. Анил и Мурат не такие добряки, как я, и им уже хочется тебя убить. Если вы заберете мои деньги, вы убьете двоих детей, объяснила Роксана. Усатый пожал плечами. Они не будут первыми и сомневаюсь, что последними. Вожак подал знак бандитам, которые стояли по обе стороны от него, и те бросились к Роксане. Она развернулась и побежала к концу улицы, крича о помощи, хотя и знала, что на это не откликнется ни один человек. Ее одежды схватила была чья-то рука. Но Роксана сумела вывернуться. Но тут ей в плечо ткнулся чей-то кулак, и она споткнулась, хватаясь за стену, чтобы выровняться. От стены, сложенной из сырцевого кирпича, отвалился кусок. И Роксана вскрикнула, падая на колени. Она обнаружила, что смотрит прямо на обломок кладки со шлемом воина в красно-белой броне. Между ее лопатками утвердилась нога, и сильно толкнула Роксану вперед. Она врезалась лицом в грунтовую дорогу, и ее рот наполнила кровь от прокушенной щеки. Чьи-то грубые руки перевернули ее на спину. Капюшон Роксаны свалился за спину вместе с завязанной узлом банданы, и напавший на нее бандит расплылся в плотоядной, щербатой ухмылке. Мило, мило! бросил он. На его заточке блеснул отсвет ближайшего факела. Вторая пара рук разорвала ее одежду, и Роксана забилась в их ватке. Уйдите от меня, закричала она. Но люди Бабуд не собирались к ней прислушиваться. Я ж тебя предупреждал, поведал ей главарь бандитов едва ли недружелюбным тоном. Нет, возразила Роксана. Это я предупреждала тебя. Головорез, терзавший ее пояс, неожиданно забился в конвульсиях, словно его прошило высоковольтным электрическим разрядом. Из-за его зубов повалила кровавая пена, а глаза вскипели в орбитах, превращаясь в липкий пар. Он завопил и скатился с Роксаны, царапая пальцами по своему дымящемуся черепу и дергаясь так, будто на него набросилась толпа невидимых. «Что ты сделала?» — в ужасе прорычал второй бандит, резво отползая прочь. Роксана села и выплюнула сломанный зуб. Ее злость и ее боль были слишком сильны, чтобы допустить хоть единую мысль о милосердии. Она вперилась взглядом в перепуганного мужчину и снова проделала ту самую вещь, которую, как постоянно твердили ей ее домашние учителя, она не должна была совершать никогда в жизни. Человек завопил, и из его носа и ушей брызнула яркая красная кровь. Жизнь покинула его в тот же миг, и он сполз по стене, как пьяный. А Роксана, шатаясь, вскарабкалась на ноги, и третий бандит попятился от нее в ужасе. — Ты бокши! — выкрикнул он. — Демоническая ведьма! — Я тебе говорила, чтобы вы оставили меня в покое, — сказала Роксана. — Но ты не стал слушать. — Я тебя убью! — выкрикнул бандит потянувшись за своим пистолетом. Оружие еще не покинуло его комбинезон, а он уже отшатывался назад. И из каждого отверстия его черепа вытекало скворчащее мозговое вещество. Он молча опрокинулся на бок, и когда его голова ударилась о землю, она вмялась, как сдутый воздушный шарик. Задыхающаяся Роксана оперлась спиной о стену. Учиненное ею насилие повергло ее в ужас. Она поспешно разыскала свою бандану и натянула на голову капюшон, чтобы никто не увидел ее лица и не понял, кем она была по своей природе. Кровь и смерть снова следовали за ней по пятам. Она была той, кого древние мореходы когда-то называли Йоной. И казалось, что куда бы она ни спрячься, ее всегда будут окружать злой рок и погибель. Она не собиралась убивать этих людей но в дело вступил примитивный инстинкт самосохранения. И не в ее силах было предотвратить их смерть. Она увидела эмблемы клана, вытатуированные на руке человека, которого она убила первым. И на нее нахлынуло леденящее осознание того, что она натворила. Это были люди Бабут Хакала. Он потребует расквитаться за их смерть кровью. А Бабу был не из тех, кто привык сдерживаться, верша свою месть. Когда наступит время возмездия, он возьмет плату в десятикратном размере. «Трон, что же она делала?» – прошептала она. А Роксана растворилась в ночи. 5. Скиммер пробирался через город прозрения. Голубые и аметистовые цвета машины ярко выделялись среди неестественно длинных теней, которыми полнились эти тоскливые районы. Установленные здесь статуи можно было пересчитать по пальцам. Несмотря на величественный вид и впечатляющие пропорции, которые имели многие из здешних блеклых, украшенных колоннами зданий, это были угрюмые монументальные строения, которые подминали собой поверхность гор в некоем подобии архитектурных черных дыр, всасывающих в себя весь свет и все тепло, какие только мог дать угасающий день. Кай знал, что его чувства отдают театральностью, черта, которую он презирал в других. Но он не мог противостоять нашедшей на него блажи. Он давным-давно решил, что больше не имеет отношения к этому безрадостному месту. Но вот он снова обнаруживает себя здесь, вышвырнутого обратно, как засыпавшегося соискателя. Сравнение было удачным, осознал он. Разве он был кем-то иным? Над городом нависала полая гора, отбрасывая на Кая свою тень, хотя он и имитировал безразличный вид. От одной мысли о том, что его туда заберут, у него перехватывало дыхание от страха, волнами прокатывавшегося по его телу. Он прогнал мысли об этом ужасном месте и сосредоточился на дороге перед собой. Тортега отвернулся от окна, доказывая этим, что бремя угрюмости Пропитавший город прозрения мог ощутить даже болван. Кай потянулся наружу крохотной толикой своих всечувств, чтобы определить, где именно они находятся. Ему потребовалось некоторое время, чтобы перестроить свое восприятие с визуального на псионическое, поскольку до этого у него не было особого повода задействовать свое второе зрение. За это следовало благодарить аугметические глаза точно подогнаны глазные имплантаты ручной работы, которые были изготовлены и отшлифованы прикрепленными к дому Кастана адептами механику. Он закрыл глаза, чувствуя вес соседних зданий и эфирную массу множества высоких псайкерских башен. Ему понадобилось какое-то время, чтобы сориентироваться, но уже через несколько секунд он сформировал картину окружающих построек в виде лент света и мерцающих цветных нитей. Скиммер следовал мимо галереи зеркал огромного, похожего на собор здания, через которое проходили принятые в Астропаты новички, держа путь грандиозным пещерам под городом. Там, глубоко под дворцом, они преклонят колени перед императором и подвергнутся мучительной процедуре переформирования невероятно сложных нервных трактов чтобы лучше противостоять опасностям варпа. Кай помнил, как был препровожден через галерею группой черных стражей. Свою нервозность, возбуждение и неуверенность в том, что его ждет. В его предположении зеркала предназначались для того, чтобы соискатели в последний раз взглянули на свои лица, прежде чем им выжжет глаза невообразимо могучая сила. За все те годы, что минули с того дня, как Кай прошел этим маршрутом, он так и не смог решить, было ли это милосердием или жестокостью. Он прогнал это воспоминание, не желая заново переживать такой уникальный момент в присутствии тех, кто мог ошибочно принять болезненное выражение на его лице за страх перед местом, в которое они направлялись. Вместо этого он бросил свое ментальное восприятие вперед вдоль гладкой плоскости улицы и к самому высокому минарету города. Шепчущая башня, стоявшая особняком от всех окружающих ее строений, сияла сетчатым сплетением серебристых лучей, хотя они и не были доступны взгляду большинства смертных. И все же, несмотря на всю свою яркость, блеск башни совершенно затмевался пылающим копьем света, которое било из полой горы. Интенсивность его сияния имела совсем другой порядок величины, и Каю пришлось потрудиться, чтобы исключить его из поля своего восприятия. «Почему на улицах нет телепатов?» — спросил Тортега. «Все, что я вижу, это сервиторы, шерпы посыльные и горстка слуг механику». Кай открыл глаза, и городской ландшафт из света и цветов исчез из его разума сменившись скучной геометрией обыденного камня и бесстрастных углов. Хотя он в свое время и вцепился в шанс восстановить свое зрение, в такие моменты, как этот, он почти что жалел, что это сделал. Ученики и адепты телепатика обычно перемещаются по сети пересекающихся тоннелей, которые пробиты в скале под городом. Лишь считанные единицы выходят на поверхность, если могут этого избежать. Почему? Кай пожал плечами. Ощущение солнечного света на коже просто еще одно напоминание о том, чего ты лишился. Конечно же, могу себе представить, кивнул Тортега с таким видом, словно он проник в запутанные глубины человеческой психики, а не понял очевидную вещь. Вдобавок, городские стены и скалы под нами наводнены пси-экранирующими кристаллами. Из-за чего становится тише, продолжил Кай. Путешествуя по поверхности, астропат окружен шумом. Ты непрестанно слышишь неконтролируемые мысли, беспорядочное лопотание и примитивные эмоции. Конечно, тебя обучили, как от них отгораживаться, но всегда остается фон. Передвигаться под землей, где ты его не воспринимаешь, просто-напросто легче. А сейчас ты что-нибудь слышишь, только твою нескончаемую трескотню, сообщил Кай. Тортега вздохнул. Твоя враждебность, Кай, это просто защитный механизм. Отбрось ее. О, уволь меня от этого, сказал Астропат, откидывая голову на мягкую ткань подголовника и закрывая глаза. Его второе зрение отыскало мерцающее зарево шепчущей башни и разумы, которые ожидали у ее входа. Один был доброжелательным, второй ощетинился неприязнью. Которую не мог сдержать даже экранирующий шлем. Скиммер плавно остановился, и крылья дверей скользнули вверх, шипя высококлассной пневматикой. Трое латников вылезли из машины. Четвертый же отрывисто махнул стволом дробовика, подавая каю и тортеге знак выгружаться. Хирургион поспешно вышел наружу. А Кай налил себе еще одну порцию амасика, не торопясь и оттягивая как можно дольше свою неизбежную судьбу. «Выходи», — сказал Латник. «Одна последняя порция», — ответил Кай. «Поверь, подобного добра у них там и в помине нет». Кай осушил стакан одним глотком и закашлялся, когда спиртное обожгло огнем его горло. «Ты все?» — спросил пустой визор напротив. «Да, похоже на то», — сказал Кай. И полез наружу из комфортного тепла скиммера, на ходу выуживая из бара холодильника бутылку и засовывая ее под мышку. Ледяная атмосфера гор ошеломила его не хуже оплеухи, и он втянул морозный воздух, который обжег его глотку еще основательнее, чем амасик. Он совсем запамятовал, как холодно здесь было, до да ломоты в костях. Кай много чего забыл про город просителей, но только не доброту женщины, которая шагнула из подарки входа в башню. «Здравствуй, Кай!» – произнесла Аник Сарашина. «Как славно снова тебя увидеть!» «Наставница Сарашина!» – сказал он, отвешивая короткий поклон. «Надеюсь, вы не поймете меня превратно, но я не могу сказать то же самое». «Нет, да я и не ожидаю!» – улыбнулась та. Грустно, но без иронии. Ты никогда не скрывал, насколько сильно тебе хотелось очутиться подальше от этого места. «И все-таки я здесь», — сказал Кай. Мужчина, который стоял рядом с Сарашиной, шагнул вперед. Его повадки громилы более чем соответствовали агрессии, которой пульсировала окутывающая его дымка. Заключенные в черные, похожие на жущий панцирь доспехи, с грубыми безжалостными чертами лица, скрытыми глянцевым шлемом, он излучал силу, как закованный в броню кулак. Он принял от главы латников свиток пергамента и сломал восковую печать. Удовлетворенный ее содержанием, он кивнул и произнес. «Перевод подтвержден. Кай Зулейн. Теперь ты под опекой черных стражей». «Опекой, капитан Головко?» — спросил Кай. Когда из башни появилась группа солдат в округлых нагрудниках, из полированного обсидиана и конических шлемах наподобие ранней модели брони Астартес. У каждого было по длинной с черным клинком, чье древко венчал искрящийся псикристаллический наконечник. «Да, Зулейн, и сейчас это будет генерал-майор Головко», — сообщил мужчина. «А ты пошел в гору», — сказал Кай что все вышестоящие члены твоей организации погибли в каком-то ужасном инциденте. Кай, никто не начинает процесс исцеления с оскорблений, включился в разговор Тортега. О, заткнись, чертов имбецил, воскликнул Кай. Просто уйди, прошу тебя. Забирай скиммер своего дрожайшего патриарха и проваливай отсюда. Я уже не в силах на тебя смотреть. Я просто пытаюсь помочь. Обиженно надулся Тортега. «Тогда уезжай», — сказал Астропат. «Это и будет наилучшей помощью с твоей стороны». Кай ощутил, как плечо его руки обнимают ласковые пальцы, и его затопила успокаивающая энергия. Она смягчила его колкие мысли и вселила в него умиротворение, которого он не чувствовал вот уже несколько месяцев. «Все в порядке, хирургион Тортега», — сказала Аникса Рашина. Кай дома, и он один из нас. Вы сделали все, что могли, но настало время передать заботу о нем в наши руки. Тартега отрывисто кивнул и стремительно отвернулся. Он помедлил, как будто собирался что-то сказать. Затем передумал и забрался обратно в скиммер. За ним последовали латники дома Кастана. И двери опустились вниз, захлопываясь со звучным лязгом скиммер развернулся вокруг своей оси и рванулся прочь как будто ему не терпелось отсюда убраться что за гнусное дерьмецо произнес кай когда машина скрылась из виду два криптостезик храм горя возвращение домой один в глубинах шепчущей башни в центре сводчатого зала, который отзывался эхом неисчислимых голосов уже давно отзвучавшего хора, стоял одинокий человек, закутанный в расшитую мантию цвета нефрита. Вокруг него кружил водоворот беспорядочных и неразборчивых звуков, похожих на искаженный воксигнал сигнал или передачу, летящую через галактические просторы со стародавних эпох. В верхней точке свода располагалась решетка из псикристаллов, которая пульсировала внутренним светом, струящимся с ее полигональных граней водопадом мерцающего излучения. Эвандер Григора стоял в центре этой вихрящейся дымки, размахивая руками, как дирижер невидимого оркестра. Вокруг него формировались туманные образы бесчисленных лиц, предметов и мест, они возникали из света, словно призраки. Затем растворялись в тумане. Каждый вызван и развоплощен точным жестом. Голоса усиливались и затихали, озвучивая обрывки из слов паразитов и избыточные фразы, которые были бы бессмыслицей для любого, кто не был обучен искусству криптестезии. Григора просеивал последки с эффективностью хирурга, отбрасывая все неважное и откладывая в памяти те моменты, которые вызвали его интерес. Григора был не из тех, чего общество искали другие люди, хотя его внешность и была абсолютно непримечательной, но он насмотрелся на тайное, уродливое лицо человечества, и лицезрение подобных вещей придало ему угрюмый вид. Там, где другие могли рассуждать о любви, правдивостей и новом золотом веке, Григора видел похоть, лживость и одни и те же избитые мелодрамы, которые разыгрывались в пси-отходах от каждого официального сообщения, что только проходило через город прозрения. И сейчас больше, чем когда-либо. С момента измены воителя и отправки ликвидационного флота Рогаладорна Харам астротелепатов приходилось работать за пределами своих возможностей, чтобы соответствовать требованиям, которые накладывала необходимость вести войну на таком дальнем расстоянии. Хорус Луперкаль вбросил искру предательства в нестабильную галактику, и измены следовали волна за волной. Целые системы объявляли о том, что поддерживают войска воителя. Мечта императора о галактическом объединении Похоже, ускользало все дальше с каждым днем. Пространство эфира переполняли телепатические передачи, и в пустоту летели послания, вопиющие о помощи или прямо-таки трубящие о ненависти. Залы уловители под железными башнями города наполнялись остаточными псионическими энергиями тысяч сообщений, и криптостезики под началом Григора едва выдерживали заданный им жестокий темп. Перед лицом измены приходилось досконально изучать каждое послание, отправленное на Терру. И неважно, каким обыденным оно могло выглядеть. Впоследках тщательно выискивали признаки шифра, которые могли навести на сообщения, предназначенные для внедренных агентов воителя. Из дворца ежедневно исходило сумасшедшее количество передач. И астропаты города Прозрения истощались с большей скоростью, чем когда-либо до этого. Чтобы возместить этот расход, капитаны черных кораблей пытались еще шире раскидывать свои сети для отлова появившихся псайкеров. Но война отрезала доступ ко многим из многообещающих систем. Новые астропаты прибывали каждую неделю, но нужды империума накладывали постоянно растущие требования. Однако среди этого притока свежих сил в списке астротелепатов башни имелось одно пополнение, от которого, по мнению Григора, стоило ждать лишь неприятностей. Он яростно возражал против того, чтобы позволить Каю Зулейну вернуться в башню, доказывая, что его нужно отчислить и отправить в полую гору. Но хармейстер проигнорировал его протесты. Чувствуя в возвращении Зулейна руку с Арашиной, Григора подстерег ее под обсидиановой аркой, когда она возвращалась с очередной встречи с эмиссарами Сигелита. Она шла усталой походкой. Но Григора было плевать на ее изнуренность. «Так твой ученик к нам возвращается?» — спросил он, не потрудившись скрыть яд в своем голосе. Она развернулась к нему, и он ощутил краткий, быстро подавленный всплеск ее раздражения. Давай не сейчас, Эвандер, сказала она. Могу я, по крайней мере, войти в башню, прежде чем ты начнешь разнос? Это не может ждать. Она вздохнула. Кайзулейн, да, он будет здесь в течение недели. Полагаю, ты понимаешь, что кастана просто вышвырнули его сюда, чтобы сохранить лицо перед Тринадцатым легионом. Если ты не сможешь поставить ему мозги на место, все шишки посыплются на нас, а не на них. Мне не нужно ставить на место его мозги, потому что они у него не съехали, ответила Сарашина, стремительно шагая к башне. Все переживают неудачи и травмы в определенный момент своей службы. Григора отрицательно потряс головой. Не такие, как у Зулейна. Он и девушка могли бы получить по пуле в затылок в тот же миг, как их обнаружили космодесантники. Вердучина это понимает, и хармейстер тоже, но не ты. Как же так? Кай сильнее любого другого телепата из числа обученных мной, сказала Сарашина. Он сам не знает, насколько он стойкий. Но то, что они видели и слышали, было еще ужаснее, чем ты или я можем себе вообразить но они выжили, и я не стану их за это осуждать. Я верю, что существует причина, по которой они все еще на этом свете, и я ее узнаю. В Атике не увидели ничего, что подтвердило бы эту убежденность, сказал Григора. Я бы знал. Эвандер, даже ты не в силах пролить свет на все потенциальные варианты. Это правда, но я вижу больше, чем ты, Достаточно, чтобы знать, что Кайзулейн не должен здесь находиться. И что ты знаешь? Спросила Сарашина. Что такого накопали твои грязные убогие мусорщики, что мне необходимо услышать? Ничего конкретного, признал Григора, но в отзвуках каждого видения, которое мы вычленяем из последов, присутствуют темные тенденции, указывая на скрытые сущности, не имеющие ни тел, ни облика. Я не понимаю, что это такое, поскольку их нет ни в одном томе моей анейрокритики. Ты справлялся, Ванчелло Мунди? Конечно, но я не могу соотнести эти образы ни с чем, даже из сборника Юня, не считая демонов, богов и прочих подобных вещей из примитивных текстов правицев, живших до объединения. Ты же не настолько глуп, чтобы доверять грезам тех, кто исследовал веру в божественное начало и магию чародеев. Эвандер, ты меня удивляешь. На этом разговор окончился, и Хармейстер позволил Каю Зулейну вернуться в город прозрения, невзирая на продолжающиеся возражения криптестезика. Григор обнаружил, что в кое-то веке согласен с Максимом Головко. Ситуация почти что неописуемая в своей нелепости. Он отбросил в сторону мысли о Кае -Зулейне, когда в зал влились очередные псионические эманации, порожденные сообщениями, которые отправили по следам сеанса связи Абира Ибн Хельдуна с Десятым Легионом. Известие о том, что Ферус Манус обогнал свой основной флот, несясь во весь опор ради осуществления личной мести, спровоцировал шквал посланий от Рога Ладорна. Он настаивал в них на осмотрительности и строгом следовании его плану сражения. Но примут ли хоть одно из них во внимание? Это был уже совершенно другой вопрос. Григора начал процесс псионического освидетельствования, производя широкие взмахи руками и искусно двигая кончиками пальцев. Он надеялся, что ему попадется еще один обрывочный намек на систему, которая уже больше столетия была предметом его страстного увлечения. Григора находился в узловой точке империума, где сходились и расходились линии связи. Отсюда отправлялись, отзывались и перегруппировывались экспедиционные флотилии. В стенах дворца решались судьбы десятков тысяч миров. И все это проходило через город прозрения. Задача криптостезиков состояла в просеивании огромного количества псионических энергий, остававшихся в качестве отходов. Мало кто получал удовольствие от этой работы. Но Эвандер Григора нашел в ней свое призвание. Уже почти два столетия телепаты всех миров Империума отправляли свои мысленные передачи на Терру. И каждая из них в конечном счете приходила к Эвандеру в этот зал. В них говорилось о войнах, о потерянных ветвях рода человеческого, о героях и трусах, о верности и предательстве, и между всем этим о миллионах обыденных вещей. Он просеивал отходы псионической деятельности миллионов астротелепатов более сотни лет. И ему доводилось обнаруживать в остаточных энергиях переданных сообщений все разновидности безнравственности, жадности и смутьянства. Он повидал самое худшее, что только было в людях. Все черные, мелочные, нелепые, злобные подтексты, что скрывались в тысячах разнообразных мест во всем том, что они говорили, причем даже и не подозревая об этом. И среди бесчисленных, навеянных грезами посланий, что приходили в город прозрения, Эвандер Григора начал видеть проявляющуюся систему. Он десятилетиями изучал любые последки, которые только содержали дразнящие намеки на эту вырисовывающуюся согласованность, узнавая все больше о ее блистательной сложности с каждым обнаруженным им обрывком. Завуалированное упоминание о ней могло содержаться лишь в одной из каждой сотни передач, затем в одной из тысячи из десяти тысяч. Истинная суть послания всякий раз пряталась за таинственностью или безумием. Скрывалась в таких тонких подтекстах, что мало кто смог бы опознать в них тайнопись, включая даже самих отправителей подобных сообщений. Минули десятилетия, и стало ясно, что в Империуме имеется некая тайна, известная лишь разрозненной диаспоре безумцев, которые вообще не знали о существовании друг друга но тем не менее отправляли в пустоту свои отчаянные послания в безрассудной надежде, что их предупреждение будет услышано. Лишь здесь, в шепчущей башне, эти совершенно непохожие обрывки сходились вместе, в одинаковом напеве, старающемся пробиться через какофонию голосов. Григора не расшифровал суть этой песни полностью, но он пришел к одному неизбежному выводу она становилась все громче с каждым проходящим днем. 2. Восход принес с собой свет, но не передышку от холода. Горы в вышине были ошеломительно белыми от снега, но он практически отсутствовал на крышах города просителей. Тысячи людей, сгрудившихся в таких ограниченных пространствах, поднимали температуру окружающей среды. И этого хватало, чтобы не дать лечь снежному покрову. Но было недостаточно, чтобы мороз перестал кусаться. Роксана поплотнее запахнула свою одежду и поежилась, толкая цельнометаллическую стальную дверь храма. Та громко заскрипела, раздражая слух и тяжело хлопнула за спиной. Роксана вступила в гулкое пространство, посвященное скорби. Как и большинство зданий города просителей, храм был сооружен из подвернувшихся под руку материалов, которые умыкнули с мест строительных, ремонтных и переделочных работ, бесконечными циклами которых был в настоящее время охвачен дворец. Для возведения его стен использовали обрезки мрамора, которые сложил и скрепил раствором бродящий Мигу изгнанный из цехов каменщиков за пристрастие к наркотикам. Эту каменную кладку покрывало многообразие вылепленных и высеченных на ней фигур. Метущиеся ангелы с воздетыми руками, рыдающие херувимы с серебряными трубами и огромные птицы со скорбно опущенными золотыми крыльями. Мозаические изображения плакальщиков набранные из гипской гальки, глядели вниз с кирпичных карнизов, а с расписанных фресок, скомпонованных из битого стекла, неотрывно смотрели посмертные маски мертворожденных детей. Храм заполняло пестрое собрание скамей, организованных в отдельные огороженные места наподобие церковных. Многие из них были заняты скорбящими семьями, собравшимися вокруг тела дорогого им человека. Некоторые покойники были стариками, но таких было меньшинство. Люди вскинули глаза на звук захлопнувшейся двери, но Роксана держала голову опущенной. Ее здесь знали, но не настолько, чтобы людям захотелось с ней поговорить. И это была именно та ситуация, которая ее устраивала. Такие, как она, привлекли бы к себе внимание, а это было последним, чего она желала. На дальнем конце храма обретался предмет его гордости — высокая статуя темного окраса, которая стала известна под названием «Отсутствующий ангел». Военные каменщики забраковали исходный материал из-за какого-то изъяна в сирийском нефрите и выкинули ее на свалку отходов. И как и большинство вещей, отвергнутых дворцом, она в конце концов очутилась в городе просителей. Статуя была изваянием колена преклоненного мужчины, чье мускулистое тело имело классические пропорции. Она нуждалась в завершении. У нее отсутствовало лицо, которому скульптор-каменщик, по всей видимости, намеревался придать сходство с каким-нибудь имперским героем. Статуя простояла в храме больше года, но Паладис, по каким-то ведомым лишь ему причинам, решил оставить ее безликой. Хотя Роксане никогда не удавалось избавиться от ощущения, что скульптура смотрит на нее глазами, которые просто ждут, когда их изваяют в камне. В сравнении с покоями, в которых Роксана провела свое отрочество, убранство храма было грубым и безыскусным, и все же скорбящие статуи обладали очарованием, далеко превосходя в этом все, в окружении чего она выросла и что делало их еще более потрясающими. Они все были сработаны одним человеком. Паладис Навандио стоял около Майи, которая рыдала на коленях у ног отсутствующего ангела. Она баюкала недвижимого младенца, держа его у своей груди, как будто в надежде, что он возьмет ее вновь. Слезы Майи падали на глаза ребенка и скатывались с его холодных щек. Паладис поднял взгляд и приветственно кивнула Роксане, усаживающейся в боковой части нефа. Она находилась в двух шагах от сердца, не признающего религию империума, и все-таки она была в храме. Эта мысль заставила ее улыбнуться, как мало что другое с тех самых пор, как она, впав в немилость, вернулась на Терру. Она подпрыгнула, когда ее руки коснулся сутулый мужчина. Она не слышала, как он приблизился. Он встал рядом с ней. Его лицо было подернуто опустошенностью утраты. Кого ты потеряла? спросил он. Никого, ответила она. По крайней мере в последнее время. А вы? Моего младшего сына, сказал мужчина. Там у статуи. Это моя жена. Веста Бен. Мужчина кивнул. Я так соболезную вашей потере, сказала она. Мужчина пожал плечами как будто дело и гроша ломаного не стоило. Может, так оно и лучше. Прежде чем Роксана успела спросить Эстабена, что он имел в виду, тот вручил ей сложенную пачку бумажных листов и направился к концу нефа. Он доковылял до Майи и легонько взял ее за плечо. Та отрицательно замотала головой, но ее муж нагнулся и что-то прошептал ей на ухо. Она опустила вниз своего мертвого сына, и накал страданий в ее причитаниях взлетел на новый уровень. Эста повел ее прочь от статуи, и, когда они проходили мимо, Роксана склонила голову, якобы оставляя их наедине со скорбью, но втайне опасаясь, что их беда и злополучность могут оказаться заразными. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как на скамью перед ней усаживается Палагис, и блекла ему улыбнулась. «Ты достала лекарство?» — спросил он без предисловий. Она кивнула. «Да, хотя пришлось довольно долго расталкивать Антиоха. Он был в отключке из-за кваша». «Любитель подегустировать собственные товары», — покачал головой Паладис. «Идиотизм». «Вот», — сказала Роксана, передавая тряпичный мешочек размером с ее кулак. «Этого должно хватить для обоих детей». Паладис взял лекарство и кивнул. Долгие годы работы с камнем Рашпилем и резцом сделали его руки жесткими и мозолистыми, а под их ногтями навечно залегла черная кайма. Это был мужчина средних лет, с сидеющими волосами, чье лицо было обветренным, как склон утеса, потому что он провел на открытом воздухе всю свою жизнь, высекая статуи, колонны, и замысловатую отделку сводчатых арок и фронтонов. «Майя будет тебе благодарна», — сказал Паладис, — «когда она закончит скорбеть». «Платил ты, я всего лишь за ним сходила, подвергая себя немалому риску», — отметил Паладис. «Проблем не было». Она опустила голову, понимая, что должна рассказать ему о случившемся, но боясь его разочарования сильнее, чем любого выговора. «Роксана?» — спросил он, не дождавшись ответа. «Я нарвалась на людей Бабут Хакала», — наконец произнесла она. «Так», — сказал Паладис, — «и что произошло?» «Они напали на меня. Я их убила». «Как?» — выдохнул он. «А как ты думаешь?» Паладис, успокаивающе, поднял руку. «Тебя кто-нибудь видел?» «Я не знаю. Наверное», — ответила Роксана. Я не собиралась их убивать, не сперва. Но они бы натешились со мной и перерезали бы мне горло. Я знаю, но ты должна быть осторожнее, сказал Паладис. Бабул, свойственны страшные припадки ярости. Он выяснит, что случилось с его людьми, и придет сюда. В этом можно не сомневаться. Я так сожалею, сказала она. У меня и в мыслях не было принести тебе неприятности. А это, похоже, единственное, что мне вообще удается. Паладис сплел пальцы своих больших мозолистых рук с ее пальчиками и неспешно улыбнулся. «Роксана, проблемы решают по одной за раз», — сказал он. «Оставим будущие заботы завтрашнему дню. Что до сегодня, то мы живы, и у нас есть лекарство, дающее двум детишкам шанс увидеть еще один рассвет». И если проведенное здесь время чему-нибудь тебя научит, то пусть это будет тот факт, что мы со всех сторон окружены смертью во всех ее бесчетных разновидностях. И она только и ждет, как бы застать тебя врасплох. Употреби все свои силы, чтобы не подпускать ее к себе. Почитай смерть во всех ее ипостасях. Ублаготвори ее, и ты на какое-то время избавишься от ее изуверских ухаживаний. Несмотря на то, что он говорил с пылом фанатика, глаза у него были добрыми. Роксана мало что знала о его прошлом. Только то, что он когда-то был членом цеха и имел сюзереном военного каменщика Вада Касимка. То, что Паладис кого-то потерял, было очевидным. Но он никогда не распространялся о причинах, которые побудили его возвести храм из пепла и руин города-просителей. Роксана опустила голову. Она слишком хорошо знала ту легкость, с которой смерть может протянуть руку и полностью изменить хоть жизни человека. Пусть даже она и обойдет его своим вниманием. Что тебе дал, Эстабен? спросил Паладис. Она посмотрела на пачку с таким видом, словно увидела ее в первый раз. Бумага была тонкой и выглядела так, будто напечатанное на ней было отнюдь не первой типографской краской, которую она знала. «Как обычно», — ответила Роксана, просматривая использованные по второму кругу листы и выхватывая случайные фразы. Она зачитывала их вслух. «Император человечества есть свет и есть путь, и все деяния его служат благу сынов и дширей человеческих, кое суть его народ, Император есть Бог, и Бог есть император. Так речено в лектицио дивинитатус. И прежде всего император будет защищать. Дай-ка на это посмотреть, сказал Паладец с резкостью, которой она никогда раньше не слышала в его голосе. Она протянула буклет, и он выхватил его из ее руки. Снова это чушь имени лектицио дивинитатус. Только не это, сказал он с презрительной усмешкой и порвал буклет напополам. Компашка отчаявшихся людей, которые повелись на сверкающий огонек, и которым еще только предстоит выяснить, что не все то золото, что блестит. Они довольно безобидны, пожала плечами Роксана. Их писание даже подбадривает. «Вздор!» — рявкнул Паладис. «Это опасный самообман. И, как я слышал, они даже разнесли эти бредни за пределы планеты». Это самая худшая разновидность лжи, поскольку она утешает людей надеждой на защиту, которой не существует. «Извини», — сказала Роксана, — «он просто взял и дал мне это. Я его об этом не просила». Паладис незамедлительно ощутил угрызнение совести. «Да, конечно, я прошу прощения. Я знаю это, но не хочу, чтобы ты читала что-то подобное. Есть только одна истина, и это окончательность смерти. А то другое, самая худшая ложь из всех. Поскольку, позволь мне сказать тебе вот что, император не защищает, и это абсолютно точно. 3. Кай как-то слышал высказывание мудрого человека, гласившее, что домой возврата нет но не понимал его смысла вплоть до сегодняшнего дня. Уроженец состоятельной семьи, живший на диких просторах Америки, Кай много где побывал, путешествуя со своим отцом, который был агентом картеля, посредничавшего при заключении торговых договоров между конгломератами Терры и тем, что уцелело от коммерческих кругов, только что приведенных к согласию миров. Будучи совсем юным, Скай покорил вершины средина атлантических хребтов, исследовал величественные руины, построенных калаганом городов Урша, купался в отцветах магмы, в жерлах пан-пацифийских вулканов, и спускался в Марианский каньон, чтобы бросить благоговейный взгляд на гигантские скальные скульптуры, вырубленные воятелями геогистами забытой эпохи. Он проводил большую часть года в странствиях по планете, следуя за своим отцом с переговоров на переговоры. Жизнь была чередой приключений, но как бы его не воодушевляла каждая поездка, Кай всегда предвкушал, как увидит семейный особняк, угнездившийся высоко на скалах, которые когда-то были памятником давно умершим царям древности, высеченным в горной породе. Там будет стоять его мать с улыбкой на губах, приветливой, но чуть-чуть грустноватой от понимания того, что пройдет немного времени, и ее муж и сын снова отправятся в путешествие. Быть дома означало не просто быть в каком-то физическом месте. Это было состояние души. И даже когда он достиг совершеннолетия, и за ним пришли люди с черных кораблей, ему всегда страстно хотелось вернуться в родное гнездо чтобы увидеть эту печальную сердечную улыбку. Потом его домом стал город прозрения. Но вот в него Каю никогда не хотелось возвращаться. Внутренние помещения башни имели высокие потолки. В них было темно и холодно. Но аугметические имплантаты Кая скомпенсировали недостаток освещения, и окружающие его интерьеры поплыли, приобретая четкость и мягкое зеленое освещение. Не то чтобы строители намеревались придать башне негостеприимный вид. Скорее это было следствием возложенных на нее функций и повадок ее обитателей. Добавь сюда роскошные гобелены и ослепительные огни, которые освещали все прочие строения дворца. И как представлялось Каю, шепчущая башня не уступит им производимом впечатлении. Ее стены конусом сходились к центру. Их каменная кладка была сглажена, и каменщики высекли на ней знаки, которые помогали понять только что ослепленным, где те находятся. То тут-то там поблескивали в тусклом свете встроенные в нее шепчущие камни. И кай задумался о том, что за секреты они передают друг другу в такие беспокойные времена. Он шел через сужающийся холл вслед за Сарашиной которая направлялась к изогнутой серебристой стене с машинной полировкой, выглядевшей неуместно современной среди древнего камня. В ней находился пси-запечатанный проход, перед которым стояли на посту два черных стража. Они расступились, когда Головко помахал перед ними информационным жезлом. Кай увидел, как пылающая мешанина цифрового шифра отразилась в их визорах которые автоматически запомнили двоичные данные до того, как она успела погаснуть. Дверь скользнула в сторону, открывая проход, и изнутри вдохнула порывом холодного ветра. Кай поежился, когда воздух, насыщенный псионическими энергиями, прошелся по его лицу. Внутри серебристой комнаты находился гравелифт, выполненный в форме двойной спирали, которая шла по всей длине башни. Поле тяготения окружал световой ореол, и аугмете какая различила в нем струящиеся очертания, которые проносились вверх и вниз по мерцающему каскаду. Запечатанные двери, расположенные по периметру внешних стен этой серебристой комнаты, выводили к обшитым железом трансзалам, где хоры астропатов вычленяли суть сообщений, посланных со всех концов галактики. Другие проходы вели под своды библиотек, которые полнились секретами, собранными в отдаленных уголках Терры. «Мы направляемся на уровень новичков», — сообщила Сарашина, шагая в левый изгиб двойной спирали. Гравелит заключил ее в свои нежные объятия и с мягкой плавностью унес вниз башни. Кай мялся на границе свечения, понимая, что как только он сделает этот шаг, пути назад не будет. «Поторапливайся, Зулейн!» — произнес Головко. «У меня есть занятия получше, чем тут с тобой нянчиться». «Я в этом очень серьезно сомневаюсь», — сказал Кай, вступая в свечение. Он был рад шагнуть куда угодно, лишь бы умчаться прочь от Головко. Свечение окружило Кая и понесло его вглубь башни. Он двигался вниз по спирали, разворачиваясь вокруг оси по ходу спуска в недра своего бывшего пристанища. Он миновал множество выступающих лесенок, где он мог бы сойти с гравилифта, но Сарашина сказала, что они направляются на уровень новичков, а это было аккурат в нижней точке шепчущей башни. Наконец, Кай с облегчением ощутил под ногами твердую почву и вышел из свечения его глаза немедленно подстроились под яркий свет который заливал окружающее пространство не все из тех кто передвигался по этим проходам были слепцами поэтому с кирпичной кладки потолка свисали лишенные плафона плюм сферы соединенные друг с другом петлями медных кабелей само помещение было вырублено в коренной горной породе и облицовано кафелем бутылочно зеленого цвета оно создавало ощущение медпункта, и в нем имелся ряд запертых дверей, которые вели глубже в утробу башни. Некоторые открывали дорогу к библиотекам для новообращенных, где свежее пополнение башни изучало астропатическую стенографию, общеупотребляемые символы и базовые мантры Нунцио, другие вели кельем новичков третий к местам общего пользования для питания и соблюдения гигиены. Некоторые же кончались наглухо запечатанными изоляторами. Кай воспользовался теми мгновениями, что оставались до прибытия Головко и его стражей, чтобы рассмотреть свою бывшую наставницу. Аникса Рашина постарела с тех пор, как Кай видел ее в последний раз, и прямой свет от люмов не скрадывал ни одной детали. Ее волосы окончательно лишились своего золотого блеска и теперь безраздельно серебрились сединой. Морщины, чьи лучики разбегались от пластиковых полусфер, вставленных в ее глазницы, стали глубже и резче. Она уже была старой, когда Кай был здесь в прошлый раз, но сейчас она выглядела поистине древней. «Моя внешность настолько изменилась?» — спросила Сарашина, и Кай зарделся, от того, что она поймала его на откровенной оценке ее облика. «Вы выглядите старше», — наконец сказал он. «Я и стала старше», — ответила Сарашина. «Я слишком много лет странствовала по варку, и он оставил на мне свой знак». Она подняла руку и пробежала своими пальцами по морщинистой коже его лица. Ее касание было ласковым и легким, как перышко. «И на тебе тоже». Преждевременное старение было проклятием астропатов. И Каю не нужна была Сарашина, чтобы знать, что линии его высоких скул потеряли свои четкие очертания, и что он лишился своей красивой шевелюры темных с проседью волос. Хотя ему и было под сорок, он выглядел так, словно разменял шестой десяток, если не хуже. Лицо, которое глядело на него из зеркала, те дни, когда он был в состоянии смотреть на свое отражение, было угловатым и осунувшимся, с щеками и запавшими глазами. Разрушительные последствия беспрестанных странствий по варпу могли скрыть лишь очень дорогие омолаживающие процедуры. Но ни один астропат, пусть даже из дома Кастана, не стоил того, чтобы так потакать его самовлюбленности. Кай подался назад, избегая ее прикосновения. Я никогда не думал, что снова окажусь здесь, сказал он, страстно желая сменить тему. Возвращаются лишь считанные единицы, подтвердила Сарашина. Должен ли я гордиться честью быть одним из них? Это зависит от того, как ты трактуешь свое возвращение. Как наказание, сказал Кай. Разве это можно истолковать как-то по-другому? Я пока что предоставляю тебе поразмыслить над этим вопросом, ответила Сарашина, видя выходящего из гравилифта Головко. За ним без промедления последовали его черные стражи. И когда они все оказались в сборе, Сарашина отперла ближайшую к ней дверь слева. Кай насупился. «Я не новичок», — сказал он. «Эта дорога ведет в тренировочные залы, отведенные для тех, кто знакомится с Нунцио». Именно так, Кай, подтвердила Сарашина. Где же еще могут начаться твои занятия? Начаться? Я прослужил в телепатике больше десяти лет. Я знаю настраивающие ритуалы. Не нужно обращаться со мной, как с ребенком. Мы будем с тобой обращаться так, как нам этого захочется. Черт тебя раздери, рявкнул Головко, подталкивая его к открытой двери. У тебя нет права голоса в этом вопросе. И если бы это зависело от меня, тебе бы никогда не позволили вернуться обратно. Ты опасен, я это чувствую. Тебе стоит последить за этими чувствами, Головко, — ответил Кай, сбрасывая из себя его руку. А то, глядишь, и из-за подобных вещей к тебе начнут принюхиваться пси щейки. И я не думаю, что у тебя хватит пороху, чтобы здесь выдержать. Прекратите, вы оба, — сказала Сарашина. Ваша дешевая бравада смехотворна и ведет лишь к сотрясениям в эфире. Кай ничего не ответил, понимая, что она права, и вспоминая слабое раздражение, которое в свое время испытывал, если кто-нибудь из посторонних позволял своим эмоциям взять верх, находясь при этом в близком соседстве с шепчущим камнем. Он без дальнейших протестов последовал за Сарашиной отправившийся по кирпичному коридору, облицованному охряным кафелем. Свет вестибюля за их спинами постепенно сходил на нет. Вся длина стен коридора периодически прерывалась упрочненными дверями, которые были помечены номером и именем. Внутри каждой маркированной кельи отдыхал новичок с холастика психана. Возможно, спал, а может и нет. Двери были все экранированы, так что нельзя было узнать это наверняка. Мрак вскоре стал кромешным. Но несмотря на это, Кай все еще прекрасно мог видеть. Ты не пользуешься вторым зрением, сказала Сарашина, слегка наклонив голову. Каю помстилась, что он уловил в ее голосе недовольные нотки. Не пользуюсь. Моя аугметика позволяет мне прекрасно видеть в темноте. Я знаю это, но зачем она тебе нужна? Мне не нравилось быть слепым. По-настоящему слепым я имею в виду. Я скучал по чтению. Для тех, кто лишен глаз, тоже есть книги. Знаю, но предпочитаю, чтобы слова сами приходили ко мне, сказал Кай. Письменная речь нечто большее, чем считывание слов со страницы кончиками своих пальцев. Языковая письменность обладает визуальной красотой. И в этом тактильный шрифт никогда не сможет с ней сравниться. Я бы с тобой поспорила, но это разговор для поздней ночи. И так, чтобы между нами лежала хорошая книга и стоял кофейник с горячим кофеином. А могло случиться так, что ты пожелал обрести глаза вновь, цепляясь за некий аспект своей прошлой жизни, той, которую ты вел до вступления в телепатика. Я не знаю, сказал Кай, может и так. Я не понимаю, почему это может быть важным. Это может оказаться критическим для понимания того, почему ты больше не владеешь нунцио и не можешь открывать свой разум грезам своих собратьев. «Я знаю нунцио», — ответил Кай, защищаясь. «Я освоил эту дисциплину за год». «Тогда почему ты здесь?» Почему дом Кастана отослал своего ведущего астропата обратно в город прозрения? Кай не ответил и она остановилась возле открытой двери кельи. «Я здесь, чтобы помочь тебе, Кай», — сказала Сарашина. «Ты был моим лучшим учеником, так что если ты потерпел неудачу, то это и мой провал тоже». «Нет», — ответил Кай, — «не в этом дело, это просто». «Что случилось на Арго?» Сарашина подняла руку, чтобы его остановить. «Не говори об этом здесь, пока другие лежат в своих кроватях», — сказала она, Делая жест в сторону верениц келей, которые тянулись вдоль коридора, поспи, помедитируй какое-то время, если это тебе поможет. Приди в себя, и я поговорю с тобой утром. Кай кивнул. Хоть его мысли искакали, как сумасшедшие, его тело требовало сна, и несмотря на то, что постель для новичков отнюдь не была удобной, он очень ждал в ней очутиться. Он шагнул в келью и, переступая порог, уловил во тьме призрачный шелест далекого голоса. По каждую сторону от двери замерцало по шепчущему камню. И он спросил себя, в чьи грезы или память он мимолетно вторгся. В стенах города прозрения воспоминания были слишком общедоступными. И в большинстве своем они не относились к разряду тех, которые хотелось бы иметь. Никто не погружался в них слишком надолго, если ему было дорого здоровье собственного рассудка. Кай знал это лучше, чем кто-либо. 4. Дверь кельи захлопнулась. Дерево громко стукнуло о камень. Щелчка замка, обычного в случае комнаты с новичком, не воспоследовало. Но Кай ощущал присутствие двух черных стражей по ту сторону косяка. Сарашина могла разговаривать с ним, как с блудным сыном. Но Головко был совершенно другой статьей. Кай мог только предполагать, какие кошмары вызывало у настоящих новичков соседство вздорного генерал-майора. Его дорожный чемодан еще не добрался до кельи. И Кай подозревал, что черные стражи сейчас исследуют его личное имущество на предмет любого намека на что-нибудь угрожающее. Им ничего не найти, Кай не захотел взять ни одной вещи Сорго, и все его пожитки насчитывали лишь несколько сорочек, не сесер с гигиеническими принадлежностями, прекрасно скроенный костюм от швейных домов Нихонского полуострова, и, конечно же, многочисленные тома его анейрокритики в кожаных переплетах. Для черных стражей книги не значили ничего, но криптостезики тщательно исследуют их, чтобы убедиться что они не содержат скрытых символов, которые послужили бы тревожным звоночком. Они ничего не найдут, но Кай понимал, что они обязаны проверить. Обстановка внутри келии была скудной, и в ней не было ничего, что могло бы сказать, кто в ней до этого жил. Это имело смысл, поскольку любой отголосок предыдущего обитателя повлиял бы на грезы Кая. Вдоль одной из стен располагалась узкая койка с простеньким рундуком у ее подножия. Напротив кровати помещались стул и маленький письменный стол. На блоке промокательной бумаги рядом с роговой чернильницей и пером лежала черная тетрадь. Стена над столом была расчерчена пустыми полками, только и ждущими, чтобы их заполнило неуклонно растущее собрание томов астропатической анейрокритики. Они были короткими, поскольку новичку требуется время, чтобы создать исчерпывающую коллекцию образов и символов и архив с записями грез. Кай поставил на стол бутылку Амасика, которую он взял в скиммере дома Кастана, и поднял со стола тетрадь. Он бесцельно пустил веером ее плотные страницы, втягивая запах бумаги, хрустящий от своей новизны. Все страницы были чистыми, ждущими, чтобы их заполнили воспринятым в грезах, и Кай осторожно положил книжицу обратно. Она была пустой, но потенциал того, что могло бы заполнить ее страницы, наводил на мысль о заряженном пистолете. Каю, с учетом уровня его квалификации, хотелось почувствовать себя оскорбленным тем, что его поместили в келью новичка. Но злости не было, это имело смысл, и он осознал, что подразумеваемое этим отсутствие ответственности вызывает у него душевный подъем. Он улегся на спину и закрыл глаза, позволяя дыханию замедлиться. Кости ломило от психвори, хотя его разум и был взбудоражен. Редко кто из астротелепатов испытывал трудности с засыпанием. Подходящие мантры и техники умственной настройки позволяли достичь любых состояний сознания. Каю с легкостью удалось заснуть, но его сновидения не принесли ему отдохновения. Три. Наилучший ход. Руб-эль-Хали. Арзашкун. «Твоя императорица под ударом», — с усмешкой сообщил хормейстер астропатов. «Я в курсе», — ответила Сарашина двигая по доске резную фигурку, сделанную из коралла с покрытой океаном планеты Лайран. «Ты думаешь, я в первый раз играю в регицит? Немо Джимен улыбнулся и покачал головой. «Конечно нет, но я не хочу выиграть из-за того, что ты зевнешь. Это в предположении, что ты одержишь победу. Обычно так и бывает. Не сегодня», — сказала Сарашина, Джимен забрал Костеляна своим конником и положил его на покрытый ковром пол. Доска и фигуры были подарком самого феникса подобного, и оформление статуэток было чем-то невероятным. Каждая была сработана чуть ли не с маниакальной тщательностью и обладала индивидуальной неповторимостью, как и можно было ожидать от руки примарха, который был олицетворением подобного внимания к деталям. Фигурки оставляли ощущение совершенства, и прикосновение к ним доставляло не меньше удовольствия, чем сама игра. «Думаю, что ты ошибаешься», — сказал Джимен, когда Сарашина бросила через доску своего дивинитарха. «Так подумай еще раз», — ответила она, откидываясь на груду роскошных подушек, усеивавших пол апартаментов хармейстера. «Видишь, Джимен склонился над доской и рассмеялся, осознав, что значила позиция фигур на клетках. «Неслыханно!» — воскликнул он, схлопывая вместе свои изящные, как у скульптора, руки. На левом среднем пальце было кольцо изоникса, на котором были вырезаны переплетающиеся символы. Возможно, это были письмена какого-то языка, но, скорее всего, они просто служили украшением как-то поведал Сарашиной, что кольцо было приобретено у человека, утверждавшего, что он пришел из четвертого доминиона. Но она подозревала, что это было очередное шаловливое бахвальство Хармейстера. Если бы у него сохранились глаза, то во время рассказа этой байки в них прыгали бы чертики. Но его миндалевидные глаза закрывали зашитые веки, и это говорило знающим людям, что он был ослеплен больше столетия тому назад, когда были в ходу такие методы. Хармейстер покачал головой и снова изучил доску, как будто проверяя, что он и в самом деле был разбит. «Я побежден клинком ассасина, таившимся в бархатном рукаве, и это когда я думал, что просчитал партию на достаточно ходов вперед, чтобы с легкостью ее выиграть». «Хороший игрок в регицид думает на пять ходов вперед», — сказала Сарашина. «Но великий игрок в регицид думает всего на один ход вперед, но этот ход всегда наилучший», — закончил Джимен, поглаживая длинные клинья своей белоснежной бороды. «Если ты намерен цитировать мне Желимана, то хотя бы дай мне сначала выиграть ради приличия». «Может, и дам в следующий раз», — ответила Сарашина. В апартаментах хармейстера вошел ослепленный сервитор. Одетый в белое и не имеющий собственных мыслей, он был призрачным видением, чье присутствие воспринималось ее разумом, как пятно тусклого света. Сервитору удалили часть мозга при помощи мысли усекателей, оставив лишь самые зачаточные когнитивные функции. Знаешь, Зачем я настаиваю на том, чтобы мы играли в регицид? Спросил Джимен. Чтобы повыпендриваться? Отчасти, согласился Джимен. Но есть и кое-что еще. Регицид помогает нам развивать терпеливость и дисциплинированность при выборе между вариантами ходов. Когда нас одолевает соблазн принять импульсивное решение. Всегда наставляешь так. Обучение всегда идет легче, если человек не знает, что его учат. Ты сейчас наставляешь меня? Нас обоих, я полагаю, ответил Джимен. Сервитор принес в стальной чайник термос с настоем трав. И до сарашиной долетел запах теплого, подслащенного медом напитка. «Ах ты сладкоежка!» — сказала она. «Сознаюсь, это мое слабое место», — ответил Джимен жестом отпуская сервитора, и наливая теплую жидкость в две чашки. Одну он передал Сарашиной, и та осторожно отпила из нее, наслаждаясь сладостью вкуса. «Это меня умиротворяет», — с улыбкой сообщил Джимен. «А в подобные времена нужно хвататься за любой способ отвлечься. Разве ты с этим не согласна?» «Я думала, для этого есть кальяна с квашем», «Отвлечься можно многими способами», — ответил Джимен, снимая свой пояс и позволяя одеждам упасть на пол. Его тело было тощим и жилистым, но Сарашина знала о силе, которой обладали его хилые на вид конечности. Каждый сантиметр его бледной, натянутой как пергамент кожи, был покрыт татуировками. Он набил их собственноручно, при помощи иглы, которая, как говорили, была отломлена от позвоночника окаменелого чудовища, найденного в скальной подложке радиоактивных пустырей Мерики. На холсте его плоти было выткано великое множество изображений оберегов. Люди с ястребиными головами, змеи, пожирающие собственные хвосты, апотропические кресты, глаза, защищающие от сглаза, и гарганион, Хармейстера слабо волновало, что эти символы шли в разрез с имперской истиной. Он был старейшим из ныне живущих астропатов города прозрений и не имел себе равных по части знания охранных оберегов, защищающих от опасностей им материума. Он прилег рядом с Сарашиной и очень нежно погладил ее по руке. Она улыбнулась и перекатилась на живот, позволяет Джимену сделать ей массаж спины и избавить ее от напряжения еще одного тяжелого дня, заполненного передачами все более отчаянных сообщений. Сначала из стран залов коллектор, а затем дальше их будущим получателем. Джимен обучался у древних мудрецов которые обитали в этих горах до пришествия императора с его грандиозным замыслом, венчающего планету дворца. И от его прикосновений по ее состаревшимся костям разливалось исцеляющее тепло. Я позволила бы тебе заниматься этим всю ночь, промурлыкала она. И я бы пошел тебе навстречу, ответил он. Но мы вытянули другой жребий, моя дорогая. Какая жалость! Расскажи мне о сегодняшних передачах, попросил он. Зачем? Ты уже знаешь, что прошло через башню за этот день. Верно. «Но мне хотелось бы послушать, что ты об этом думаешь», — сказал он, разминая неподатливый комок напряженных мышц на ее пояснице. «Мы получаем большой поток сообщений с других планет с запросами на армейские флотилии для защиты от сил мятежников. Отчего бы не запросить войска из легионов? Думаю, люди боятся, что если уж четыре легиона смогли пойти на предательство» то и от остальных можно ожидать того же самого. «Интересно», — произнес хормейстер. Его рука разминала комки мышц на ее плечах и шее. «Продолжай. Расскажи мне о легионах. Что за новости приходят на Терру о наших величайших воинах?» Не более чем фрагментарные, пришлось признать Сарашиной. Некоторые легионы запрашивают оперативные директивы на ежедневной основе, Пара-тройка находится вне пределов нашей досягаемости, а остальные, похоже, действуют сами по себе. Скажи мне, почему космические десантники, вырабатывающие приказы сами для себя, создают опасный прецедент? попросил Джимен. Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ? Разумеется, чтобы увидеть, знаешь ли его ты. Так и быть, пойду тебе навстречу. «Поскольку благодаря тебе я снова начинаю чувствовать себя по-человечески», — сказала Сарашина. «Если ослабить поводья, то Терри будет сложно снова взнуздать такую мощь, как та, что находится в распоряжении легионов». «Почему?» «Считать космодесантников простыми убийцами, выведенными при помощи генетики, означает категорически их недооценивать». Их военачальники обладают великими умениями и огромными амбициями. Если позволить им действовать самостоятельно, то им будет нелегко преклонить колено вновь, независимо от того, кто этого потребует. «Очень хорошо», — кивнул Хармейстер. «Но до этого не дойдет», — сказала Сарашина. «Хоруса Луперкаля сокрушат на Истване. Даже ему не выстоит против силы семи легионов». «Думаю, что ты права, Аник», — согласился Джимен. «Семь легионов. Армия невообразимой мощи. Сколько еще ждать, прежде чем флот лорда Дорна достигнет Иствана-5?» «Уже скоро», — сказала Сарашина, «зная, что превратности вар перелетов делают точное предсказание невозможным». «Тебя что-то беспокоит по поводу предстоящей битвы?» «Помимо очевидных вещей, я имею в виду». Примарх 8 легиона — ответила Сарашина. «Как я слышал о гвардии Ворона, он восстановился со своими воинами». «Совершенно верно. Но лорд Дорн был непреклонен в том, чтобы мы послали приказ о сборе флотилии для Истванской экспедиции только орденам Повелителей Ночи, базировавшимся в системе Сол, но не Конраду Керзу. И это вызвало тревогу во дворце?» — задал вопрос Джимен обращаясь больше к себе, чем к Сарашиной, что примарх присоединился к своему легиону. «Это еще мягко сказано», — сообщила Сарашина. «Похоже, что никто не знает, где был Керс с момента приведения к согласию системы Черот. Лорд Дорн в курсе, хотя он не будет про это распространяться», — ответил Джимен. «Он приказал мне отправить сообщение лорду Вулкану и лорду Кораксу». «Что за сообщение?» Я не знаю, ответил Джимен. Оно было составлено неизвестным мне способом, на некой разновидности военного жаргона, известной лишь сынам императора. Остается лишь надеяться, что оно дойдет до них вовремя. Но довольно о вещах, на которые мы уже не сможем повлиять. Расскажи мне про Спера. Как ты думаешь, почему у нас не было с ними связи вот уже несколько месяцев? Возможно, Магнус все еще переживает из-за того, как с ним обошлись на Никее, предположила Сарашина. Такое определенно возможно, согласился Джимен. Я видел его после того, как император огласил свое решение. И мне никогда не забыть этого зрелища. Его гнев воистину ужасал. Но еще страшнее была боль от предательства, которую я ощутил в его сердце. Я могу направить еще больше хоров на то, чтобы дотянуться до Проспера», — предложила Сарашина. Джимен покачал головой. «Нет, я уверен, что Магнус вскоре восстановит связь. Как бы сильно его не задело это решение, он слишком любит своего отца, чтобы долго сохранять отчужденность. Ну вот, с тобой покончено». Сарашина перевернулась на живот, крутя плечами и шеей, она заулыбалась, чувствуя, с какой легкостью сгибаются и вращаются ее суставы и мышцы. Чему бы не обучили тебя, святые с гор, это действенная штука, сказала она. Джимен переплел свои пальцы и с улыбкой вывернул ладони наружу. А я обучил этому тебя, не забыла? Помню, помню. Давай, укладывайся. Садясь, сказала она. Он лег лицом вниз на только что освобожденное ей место. Сарашина уселась на него верхом и начала разминать его татуированную спину, двигаясь по ее длине. Люди с ястребинами головами и скалящиеся змеи растягивались и собирались в складки под кончиками ее пальцев. «Расскажи мне о Кае сказал Харместер. Шепчущие камни донесли до меня всю глубину его кошмаров. Немногие в башне этого избежали, заметила Сарашина. Его разум искалечен, Аник, причем очень сильно. Ты уверена, что он стоит того, чтобы спасать его от полой горы? Великому маяку всегда требуются новые души. И сейчас больше, чем когда-либо. Сарашина прервала массаж. Я считаю, что стоит. Он мой лучший ученик. Возможно, когда-то так и было, сказал Джимен. Сейчас он всего лишь астропат, который не может отправлять сообщения, который решил не посылать и не принимать. Я знаю. Я отрядила на его реабилитацию своего лучшего изыскателя. Думаю, ты одобришь. Кого? Афину Диос, сказала Сарашина. Она обладает редким умением восстанавливать искалеченные разумы. «Афину Диос!» — протянул Джимен и удовлетворенно заурчал, когда Сарашина прошлась основаниями своих ладоней по его лопаткам. «Помоги ему, Трон!» 2. «Наставница Сарашина уверяет, что ты больше не владеешь Нунцио», — сказала Афина, ее насмешливый голос сочился ядом. Самая фундаментальная из телепатических дисциплин, без которой ни один астропат не может выполнять свои функции. Какой же из тебя астропат? Полагаю, что никакой, ответил Кай, стараясь на нее не пялиться. Что-то не так? Ну, э, просто ты не совсем тот, чего я ожидал. И чего же ты ожидал? Не этого, ответил Кай понимая, как нелепо это звучит. Утверждение, что Афина Диас была не тем, чего ожидал Кай, было грандиозным преуменьшением. После ночи тревожных сновидений Кай был вызван в одну из безликих учебных келей, расположенных на уровне новичков. Всю ее мебелировку составляло одно единственное кресло, и она была по максимуму лишена любых отличительных признаков. Афина Диес уже ожидала его, и Кай немедленно понял, что характер у нее не сахар. Ее тело полулежало в парящем кресле, подогнанном под контуры ее искривленного позвоночника и того немногого, что осталось от ее конечностей. Ноги Афины были ампутированы посередину бедер, а ее левая рука представляла собой морщинистую массу рубцовой ткани правую заменял тонкий аугметический манипулятор, выбивающий нетерпеливую дробь пошлифованной стали кресла. На ее голове не было волос, а кожа на ней походила на обветренную поверхность древних руин. Глазницы были впадинами, затянутыми, выращенной в автоклавах кожей. Это были единственные части лица, которые избежали повреждений в том происшествии, что приговорило ее к этому креслу. «Щелкни себе картинку этой твоей дивной глазной аугметикой», — рявкнула Афина. «Сможешь изучить ее на досуге, когда мы закончим. А сейчас нам нужно работать, понял?» «Конечно, да. В смысле прошу прощения». «Не извиняйся», — сказала она. «Я не нуждаюсь в твоей жалости». Ее кресло развернулось и поплыло к другой стороне комнаты. Кай воспользовался этой возможностью и задействовал медицинский фильтр своей аугметики, чтобы изучить ее единственную уцелевшую руку. Дегенеративные изменения кожи и плотность рубцов сказали ему, что она получила эти повреждения, считанные годы тому назад. Признаки того, что в тканях случилась кристаллизация, означали, что по крайней мере часть ее травм была вызвана пребыванием в вакууме. Афина была искалечена на космическом корабле. Как минимум, это у них было общим. «Садись», — велела Афина, разворачиваясь лицом к единственному посадочному месту в комнате. Кай уселся, и его тело погрузилось в мягкое кресло. Датчики давления сдвинули внутренние подушечки, чтобы подстроиться под структуру его скелета. Это было самое комфортабельное сидение из всех, что Кай видел в своей жизни. «Ты знаешь, кто я такая?» — спросила Афина. «Нет. Я Афина Диос, и я изыскатель. Это значит, что я собираюсь разыскать те осколки твоего дарования, которые все еще действуют, и снова собрать их вместе. Если я преуспею, ты вновь станешь полезным. А если у тебя не получится, тогда тебя отошлют в полую гору». «О, это то, чего ты хочешь?» — спросила Афина. Ее аугметическая рука прекратила выбивать неустанную дробь на подлокотнике кресла. В данный момент мне уже плевать, сообщил Кай, закидывая ногу на ногу и потирая рукой свои небритые щеки. Свет в комнате был агрессивно ярким. Он изгнал все тени, придав ей ужасно больничный вид. Кресло Афины подлетело прямо к Каю, и он почувствовал запах обеззараживающих средств и обезболивающих притирок, которые были наложены на ее искалеченную руку. Он заметил на ее среднем пальце золотое кольцо и добавил увеличение, чтобы разглядеть крошечную гравировку в его центре. Это была уже оперевшаяся птица, восстающая из треснувшего яйца посреди бушующего пламени. Она заметила его взгляд, но не подала виду. «Ты знаешь, что происходит в полой горе?» — спросила она. «Конечно нет», — сказал Кай. «Об этом никто не говорит». «И как ты думаешь, почему бы это?» «Откуда же мне знать? Суровый закон молчания?» «Это потому, что из тех, кто входил в полую гору, обратно еще не вышел никто», — сообщила Афина. Она подалась вперед, и Кай подавил порыв еще сильнее вжаться в спинку собственного кресла. Я видела, что случается с невезучими бедолагами, которые туда отправляются. Мне их жаль. Они одарены способностями. Просто их недостаточно, чтобы принести пользу каким-нибудь другим способом. Их жертва благородна, но жертва. Это просто красивый способ сказать, что ты умрешь. Так что с ними происходит? Для начала твоя кожа трескается, как бумага в огне, и пылью осыпается с твоего тела. Затем улетучиваются твои мышцы. И хотя ты чувствуешь, что из тебя вытягивают жизнь, это невозможно остановить. Умирает твой разум, капля за каплей. Воспоминания, радость, счастье, боль и страх. Все идет в дело, маяк не оставляет отходов. Он высасывает из твоего тела все, чем ты был, оставляя лишь иссохшую оболочку, пустую скорлупу из пепельно-серой обезвоженной кожи и размолотых в порошок костей. И это больно, мучительно больно. Тебе стоит это знать, прежде чем с такой легкостью отказываться от того последнего шанса на жизнь, что я тебе предлагаю. Кай чувствовал ее дыхание на своей коже, жаркое, пахнущее тошнотворно сладким ароматом лекарств. Я этого не хочу, произнес он. Мне так не показалось, сказала Афина отталкиваясь аугметическим манипулятором, чтобы отлететь прочь. «Так как ты собираешься мне помочь? Сколько времени прошло с того момента, как ты впадал в воспринимающий транс?» — спросила Афина. Вопрос застал Кая врасплох. «Я не уверен. Чтобы я могла уберечь тебя от полой горы, Кай Зулейн, тебе необходимо дать мне что-нибудь, с чем я смогу работать. Если ты когда-нибудь соврешь мне, если ты когда-нибудь скроешь от меня хоть что-то, или создашь у меня впечатление, что ты вставляешь мне палки в колеса, или подвергаешь опасности хотя бы одну единственную живую душу в этом городе, то я без всяких колебаний спешу тебя в расход. Я ясно выразилась. Более чем, ответил Кай, понимая в этот миг, что его жизнь была в руках этой обезображенной женщины. С того момента, как я впадал в воспринимающий транс, прошло несколько месяцев. «Почему?» «Это должно быть мучительным», — сказала Афина. «Психворь?» «Немножко», — признался Кай. «Ломит суставы, и все время слегка болит голова». «Тогда зачем избегать транса?» «Потому что лучше быть больным, чем чувствовать то, что я испытал на Арго». «Стало быть, это никак не связано с потерей способностей. Уже легче». По крайней мере, у меня будет с чем работать. Кресло Афины снова скользнуло к Каю, и она протянула ему свою руку. Кожа на ней была морщинистой и плотной, изборожденной извивающимися хребтами, о а грубелой, обесцвеченной плоти. Она блестела и казалась влажной на вид. И Кай замялся на кратчайшую долю секунды, прежде чем взять ее кисть в свои пальцы. «Я собираюсь войти в транс Нунцио», сказала Афина. Ты будешь следовать моим указаниям. Но для начала я хочу, чтобы ты сформировал пространство грезы. Поступай так, как ты обычно действуешь, чтобы очистить ментальный холст перед приемом сообщения. И не делай ничего другого. Я буду с тобой. Но все, чем мы занимаемся, это создаем пространство грезы. Мы не собираемся посылать или принимать сообщения. Осознай это, и потом мы начнем. Я понимаю, сказал Кай. Мне это не по вкусу, но я понимаю. Вовсе не обязательно, чтобы тебе это нравилось. Просто сделай это. Кай кивнул и закрыл глаза, замедляя свое дыхание и проходя через подготовительные мантры, призванные расширить его сознание для создания пространства грезы. Эта часть была легкой, Подобное мог проделать любой, даже не псайкер. Хотя в последнем случае единственным результатом будет ощущение релаксации. Трудности возникнут на следующем этапе, и Кай постарался подавить мрачные предчувствия. «Восходи в пространство грезы», — сказала Афина. Ее голос потерял резкие нотки и стал почти что приятным. Кай позволил мантрам вознести его сознание над телом. И его разум повело от легкого ощущения головокружения. Он услышал намеки на звуки, как будто в далеком-далеком театре пел хор. Астропаты башни активно работали. Но в такие беспокойные времена ничего другого и не приходилось ожидать. Башню наводняло множество шелестящих голосов. Но шепчущие камни не позволяли им смешиваться. Кай выбросил из головы все мысли о мятеже на краю имперского пространства, представляя себе, как его тело обволакивает защитная оболочка из умиротворяющего света. Теперь он был готов. Он мог чувствовать присутствие Афины. Ее сознание плыло бок о бок с его собственным. В подобном ментальном состоянии не было таких вещей, как верх и низ. Но человеческое восприятие не могло не упорядочивать неоформленное пространство. Каждый астропат впадал, воспринимающий транс по-своему. Некоторые окружали себя образами, имеющими отношение к телепату, чьи послания они пытались принять. Другие сосредотачивались на ключевых символических элементах, которые были общими для большинства отправителей. Кай не пользовался ни одним из этих методов предпочитая создавать свой собственный ментальный холст, на котором фиксировались образы, посылаемые телепатом отправителем. Слишком велика была вероятность того, что послание будет искажено ментальной архитектурой ума приемника, и подобные ошибочные интерпретации были проклятием всех астропатов. Кай еще ни разу не истолковывал принятое неправильно, но... Как и все учащиеся города прозрения, он в свое время наслушался ужасных историй о телепатах, которые не так поняли отчаянные призывы о помощи, или отправили экспедиционные флотилии для уничтожения планет, чьи обитатели были верными слугами трона. Он почувствовал зной, и на его кожу выступил пот. Жара была иллюзорной, но ощущалась как настоящая, в этом месте грез и чудес. Кай открыл глаза. На много километров во все стороны простиралась пустыня. 3. Белый песок мерцал в знойном мареве. Из огромного и пустынного несуществующего ландшафта было изгнано все, что могло нарушить спокойствие. Ничто не тревожило удручающую безжизненность панорамы. Казалось, будто на планете искоренили все живое и полностью лишили ее всех отличительных черт. Так выглядело пространство грезы Кая с момента его возвращения на Терру. Он бодрствовал на борту спасательного катера, поддерживаемый в этом состоянии гипнопомпическими медикаментами. Но разум человека не может долго увиливать от необходимости спать. В медцентре дома Кастана на Киприосе Каю отказали в подобных лишающих сна наркотиках, и его первая ночь на Терри едва не разрушила его хрупкую психику. Но сработали навыки, полученные им во время обучения, и он взял свое сновидение под контроль. Не считая прошлой ночи, он приходил в своих снах в это место и бродил по его дивным в своей пустоте пространством до самого момента пробуждения. Такой сон освежал тело, но не позволял разуму получить хоть какую-то психологическую разрядку. Это твой холст, спросил голос за его спиной. Кай обернулся и увидел идущую к нему Афину Диос. Вокруг ее статной фигуры струились одежды до пят. А на плечи спадали длинные каштановые волосы с золотисто-рыжеватым оттенком. Ты выглядишь удивленным, сказала она. Полагаю, что так оно и есть. — ответил Кай, — столь же ошеломленный, как и в тот раз, когда он впервые ее увидел. «А не должен бы. В конце концов, это же царство грез. Ты можешь выглядеть так, как тебе хочется. Но не в твоем случае», — сказал Кай, улавливая прекрасно воссозданные изъяны. «Это настоящая ты». Афина прошествовала мимо Кая. Химический душок ее кожи, вызванный прописанными ей лекарствами, сменили запахи корицы и миндаля. «Ты прекрасна!» — сказал ей Кай. Она оглянулась через плечо. На ее лице играла улыбка. «А ты деликатный. Большинство людей сказала бы, что я была прекрасной. Ты еще помнишь, что я не большинство людей?» «Уверена в этом», — ответила Афина. «Так это твое пространство грезы?» «Да, это Руб-эль-Хали», — сказал Кай. «Я не знаю, что это значит. Это означает пустая земля, пояснил Кай. Так называлась пустыня древней земли, которая все росла и росла, пока не слилась с еще одним огромным песчаным пространством, в итоге заместившим средиземноморские водные просторы, создав пыльный котел, засушливую область, где свирепствуют пыльные бури. Это порождение воображения грязящего, которое не желает грезить, сказала Афина обитать на уровне восприятия, который препятствует любой разрядке подсознания. Нездоровая практика. Никакой символики. Отсутствует все, что напоминало бы грезящему о мире бодрствования. И нет ничего, что открыло бы хотя бы одну единственную грань его личности. «Итак, чем мы теперь займемся?» – спросил Кай. «Мы будем исследовать», – ответила Афина. Мне нужно почувствовать твой разум, прежде чем я смогу увидеть трещины. В Руб Эль Хали не богато материала для исследований. Посмотрим. Скажи мне, почему ты здесь находишься? В этом трансе? Нет, в городе прозрения. Я читала твое досье. Ты был прикомандирован к принадлежащему ультрадесанту фрегату Арго, укомплектованному обычными людьми из числа приписанных к легиону. Корабль шел на верфи Юпитера для модернизации, чтобы потом совершить переход на Кал. Расскажи мне, почему ты находишься здесь, а не на пути в Ультрамар? Не думаю, что нам стоит это обсуждать, сказал Кай. Очертания далекого горизонта волновались, как будто прямо под поверхностью песка двигалось что-то огромное. Кай попытался проигнорировать этот эффект. Но безликая пустыня его грезы изменилась, вмещая в себя новый чужеродный элемент. Афина увидела, как с гребня, возвышающегося над ними бархана, каскадом посыпался белый песок и проследила за взглядом Кая. «Что это?» — спросила она. «Ты читала мое досье?» — ответил Кай, изо всех сил стараясь, чтобы в его голос не прокрался страх. «Ты должна знать, что это такое», я хочу, чтобы ты мне это сказал». «Нет», — ответил Кай. Из-под песка что-то показалось. Оно походило на вырвавшегося из-под глади океана морского змея, чья чешуящаяся шкура блестела железом, кобальтовой, синью и золотом. Оно двигалось с грацией охотника и терпеливостью убийцы. Затем оно снова скрылось под землей. «Здесь, под открытым небом, мы очень уязвимы», — констатировала Афина. «Я это знаю», — огрызнулся Кай. «Не приходит ли тебе в голову, что нам стоит найти какое-нибудь безопасное место?» «И что ты предлагаешь?» — рявкнул Кай. «Мы в пустыне». Его сердце колотилось о ребра. Ладони взмокли от пота. Во рту пересохло. А мочевой пузырь просто-таки жаждал опорожниться. Кай заслонил глаза от пылающего солнца и всмотрелся в горизонт, выискивая любой признак подземного хищника. «Нет», — сказала Афина, — «мы в твоем разуме, вместе испытываем твой страх. Эта штука там вдали, чем бы она ни была, — это часть тебя, и ты единственный, кто может позволить ей причинить нам вред. Шевелись, Кай! Разве ты забыл главные правила псионической защиты?» «Я не могу предотвратить ее приход», «Еще как можешь», — возразила Афина, беря его за руку. «Создай то, что оберегало тебя раньше». Кай заметил отблеск металла, вырывающегося из-под песка за плечами Афины. И из его головы вылетели даже самые базовые принципы. Страх поглотил его целиком, и он услышал крики. Казалось, что песок сочится воплями множества перепуганных голосов как будто под ним похоронена живьем целая армия солдат. «Ты можешь это сделать, Кай!» — сказала Афина, бросая взгляд вниз на песок. «Сосредоточься на моем голосе!» Афина начала проговаривать базовые упражнения Нунцио. Умиротворяющие интонации ее голоса навевали покой, как колыбельная песня. «Грезу эту творю для себя. Везде безмятежность вокруг меня, повелитель этих владений я. Говори это вместе со мной, Кай. Повелитель этих владений я, произнес Кай, пытаясь заставить себя поверить в это. Тень твари, прячущейся под песком, растекалась по поверхности земли. Сгущалась тьмой, даже не думая исчезать. Она кружила под ними, она поднималась к поверхности, лениво скользя своим металлическим телом. Она знала, что ее добыча беззащитна, и ей незачем спешить с убийством. «Говори это так, как будто ты в этом убежден», — прошипела Афина. «Я не сильнее тебя хочу видеть эту штуку». «Повелитель этих владений я», — проорал Кай. «Теперь создай нам какое-нибудь убежище», — сказала Афина. Кай попытался очистить голову от мыслей. Под ними сдвигался песок. Сейчас голоса кричали ближе к поверхности. Под ногами Кая и Афины двигалась Махина, окружая их своей немыслимо огромной, растянутой на километры тушей. Он прекрасно представлял себе, что это за тварь. Но это знание лишь увеличивало решимость Кая избежать встречи с ней. Я знаю, где будет безопасно, сообщил он. Покажи мне, ответила Афина. Кай представил себе сияющую крепость возводимую медленно, камень за камнем, чистой силой его воображения. Из окружающего песка вырвались ложные башенки, увенчанные куполами башни, парки развлечений и обсаженные деревьями процессиональной дороги, вырастая все выше и выше с каждым проходящим моментом. Кубики воображения и памяти складывались в золоченые арки, декорированные балконы и минареты из нефрита, перламутра и электрума. Это была твердыня древних времен, уже не существующее чудо света. Афина округлила глаза при виде величественной крепости, чьи стены, сверкающие белым инием, были отполированы до такой гладкости, словно они были сделаны из расплавленного песка. Земля под их ногами вздыбилась, и высокая стена унесла их в воздух подняв на сотни метров вверх от волнующегося песка. «Что это за место?» — спросила Афина, когда их головокружительный подъем окончился. Вокруг них хлестал свирепый ветер, пытаясь сбросить их со стен, и Кай крепко обнял Афину. «Это крепость города Арзашкун, страны Урарту», — ответил Кай. «Она когда-то стояла у верховьев огромной реки, которая, как говорят, брала свои истоки в садах, что породило человечество. Она сохранилась до сих пор? — спросила Афина. Из искрящегося песка пространства грезы формировались новые башни, более высокие стены и еще больше зарешеченных врат. — Нет, она была уничтожена, — сказал Кай. Великий царь сравнял ее с землей много тысячелетий тому назад. Но ты знаешь, как она выглядела. Кай слышал рок от чего-то огромного, приближающегося к поверхности песка, но стойко концентрировал все свое внимание на вопросе Афины. Если он позволит себе отвлечься на то, что было за стенами крепости, они грохнутся вниз. Вместо этого он воскресил в своей памяти стеклянные стены потрясающей библиотеки, которая угнездилась среди высоченных горных лесов вскоре после того как я приступил к своим обязанностям в тринадцатом легионе мне посчастливилось получить разрешение на посещение хрустальной библиотеки на прандиуме сказал кай сосредотачиваясь на прошлом чтобы избегнуть настоящего афина ты бы только ее видела десятки миллионов книг картин и фонических кристаллов с симфониями которые размещены по всей длине стен каньона Хранитель показал мне одну из рукописей примарха Жилимана. Она просто лежала там, в скале, как будто в ней не было ничего особенного. Но это было что-то невероятное, и в то же время она совершенно не совпадала с тем, чего я ожидал. Никаких красочных миниатюр, никакой изысканной каллиграфии, лишь скрупулезное внимание к мелочам, с которым никогда не смог бы состязаться ни один смертный писатель. «И эта крепость была в книге?» — спросила Афина. «Да, на странице, где говорилось о времени, которое лорд Джилиман провел на Терри, прежде чем его флотилии выступили в крестовый поход по галактике. Я видел эскиз этой крепости, и он был таким реалистичным, что я просто-таки ощутил твердость ее камня и прочность ее стен. По правде говоря, это было всего-навсего примечание» завуалированная отсылка к тем временам, когда отец примарха путешествовал в тех местах и изучал ее архитектуру. Я бывал в тех землях. От Арзашкуна нынче не осталось ничего, даже воспоминаний. Но талант лорда Желимана воссоздал крепость с такой точностью, как будто ее чертежи вручил ему сам Рогалдорн. «Если бы только это было так», — сказала Афина, и Кай проследил за ее взглядом за пределы стен. На песке появился красный цветок, похожий на каплю крови в молоке. Кай задышал чаще. Он изо всех сил старался сохранять спокойствие. Его скачущий пульс еще больше ускорился. И он сглотнул, чувствуя, как яростно рвутся наружу воспоминания. В его мысли вторгался жалобный голос ребенка. И красное пятно выросло в геометрической пропорции. Таинственный подземный охотник бросился к разрастающейся багровой массе, неистовый и упорный в своем стремлении. Он вырвался из-под песка за пределами стен мешаниной углов, лопастей и низкочастотного гула. Корабль-призрак, выплывший на поверхность глубочайшего океана. Он выскочил, как сидевший в засаде охотник, и с оглушительным грохотом обрушился обратно на землю. На его бортах мешались железо и лазурь, золото и бронза. Это был истребитель планет, монстр, способный на невообразимые разрушения. И сияющая крепость Кая была слишком слаба, чтобы удержать его чудовищную мощь. Он появился на волне криков десяти тысяч голосов, которые вопили от ужаса и боли. Он знал имя Кая и хотел, чтобы Астропат присоединился к мертвецам чьи кости и кровь заполняли его стонущие коридоры и каюты. Кричащего от ужаса Кая выбросила из пространства грезы в тот самый момент, когда крепость пала под леденящим душу шквалом злобных лиц, черных клинков и неистовых зубов. Его глаза распахнулись, и он сел вертикально в своем кресле. Шепчущие камни рдели разъяренно красным цветом рассеивая остаточную энергию их совместного сеанса по расположенным под башней залом уловителям Кай вжал свое лицо в основание ладоней, ощущая, как холодят кожу керамика и сталь его искусственных глаз. Отвращение, вина, ужас и скорбь разрывали его на части, и из соднящего от криков горла вырвалось придушенное рыдание. Он не мог проливать слезы но боль, которую он испытывал, не становилась от этого слабее. Пустыня исчезла, и на него обрушились строгие линии и углы кельи, затопляя его чувство обыденной, пресной реальностью. «Это был Арго?» — спросила Афина. Кай кивнул. Он осознал, что все еще держит ее за руку, и костяшки его пальцев белы от напряжения. В тех местах, где его ногти прорезали тонкий слой ее заново наросшей кожи, Выступили крошечные, кровавые полумесяцы. Мгновенно нахлынуло чувство вины, и он отдернул руку прочь. Я дико извиняюсь, сказал он, я не хотел. Афина сжала свою пострадавшую руку в кулак. Я это ощутила, сказала она, снова беря его за руку. Все, что ты испытал, пока они умирали. Я это почувствовала, от начала и до конца. Кай зарыдал без слез скорбят по пропавшим душам Сарго, но сильнее всего он оплакивал самого себя. 4. Кхота. Древние боги. Лики смерти. 1. От работы с покойниками томила жажда, и Паладис Навандио глотнул солоноватой воды из деревянной бочки, установленной у двери крематория. Загрузкой трупа в топку занимались суровые мужчины, привычные к этим холодным, окоченевшим напоминаниям об их собственной смертности. Работая молча, они подтаскивали поддоны с покойниками к встроенной в скалу гигантской печи, и, лишив их одежды и последнего достоинства, брали за лодыжки и кисти, раскачивали и забрасывали в огонь. Город просителей не испытывал недостатка в трупах, этого добра здесь было в избытке, как мало чего другого. Груды остающиеся одежды сортировались и вычищались маленницами храма, а потом раздавались нуждающимся. Бывали дни, когда казалось, что население города вообще не меняется, и можно было остановить кого-нибудь, решив, что он чудесным образом вернулся к жизни. Но на самом деле этот человек просто носил куртку покойного. Паладис находил некоторое утешение в знании, что мертвые все еще могут что-то дать тем людям, которых они покинули. Во всяком случае, большинству из них. Он обтер с лица печную золу, смесью воды и собственного пота. Из его рта никогда не уходил привкус пепла и жира, но он даже не задумывался о том, чтобы заняться чем-то другим. В отсутствие любых действенных городских властей Трупы были обычным зрелищем для улиц города Просителей. Это были тела тех, кто поставил на себе крест или просто оказался в ненужное время не в том месте. Не с числа тем способом, которыми смерть может прибрать человека, и все их не перечесть. Люди, миллионами пребывавшие на Терру, пробирались ко дворцу через горы, но лишь части из них удавалось просочиться в такую углу. Остаток составляли тысячи тех, кто шумел при вратах, упрашивая безликих воинов, вышагивающих по зубчатым стенам, чтобы они позволили им пройти. Улицы города просителей наполняли те, кто искал смысл жизни или ответа на свои вопросы, или просто явился посмотреть на великолепие владений императора. Паладис вспомнил те времена когда город просителей еще сохранял облик организованного поселения. Тогда он был достаточно мал, чтобы в нем можно было поддерживать некую форму стабильности и порядка. Но по мере того, как все больше и больше людей находило дорогу к стенам дворца, упорядоченная структура поселка начала рассыпаться. Новые строения, появлявшиеся как по мановению волшебной палочки и отодвигающие городские границы еще дальше к горам, неуклонно становились все более многочисленными, все более временными и вместе с тем все более убогими. Тогда появились банды, осознавшие свои перспективы в среде отчаявшихся просителей. Так стервятники кружат над ранеными в пустыне. Непрерывно растущий город притягивал шайки с гор. В атаге с равнин и отряды с полей брани объединительных войн, которые чуяли готовую поживу в виде уязвимых людей. Начались убийства, кровавые, замышленные для того, чтобы посеять эпидемию страха. И самой худшей из всех была банда Бабуд Хакала. Его люди были сильнее, быстрее и безжалостнее остальных, и не знали пределов в измывательствах над людьми и своем моральном падении. Паладису доводилось увидеть, как одному из людей Дхакала выкололи глаза и бросили его истекать кровью на ступенях медцентра. Его палачам отсекли конечности, а обрубки их тел насадили на высокие копья и оставили на съедение птицам-падальщикам. Убийство во имя мести, убийство для поддержания чести, убийство просто так. Во всем этом не было никакой логики, и к моменту, когда самое худшее закончилось, остался лишь Бабуд Хакал. Никто не знал, откуда взялся этот страшный главарь банды, но слухов ходило множество. Некоторые утверждали, что он состоял в Легио Кустодис и не возвратился с кровавых игр. Другие говорили, что это был один из громовых воинов императора, каким-то образом переживший окончание объединительных войн. Еще кто-то уверял, что он был космодесантником, чье тело отказалось взойти на последнюю ступень превращения в пост человека, и который бежал раньше, чем его успели прикончить. Скорее же всего, Тхакал просто был безжалостным ублюдком, который оказался безжалостнее и ублюдистее всех остальных. Но его зловещая репутация не отпугивала тех, кто отчаянно стремился попасть во дворец. И день за днем, год за годом, город просителей разрастался все сильнее. Вооруженные отряды из дворца периодически прочесывали его улицы, подбирая всякое отребье из брод, слишком нерасторопных или тупых для того, чтобы спрятаться. Но это не давало ничего, кроме успокоения совести знатных лордов Терры. В общем и целом, город просителей жил по своим собственным законам. Имперские глашатаи эскортируемые сотнями вооруженных солдат, порой осмеливались добраться до арки провозглашений, чтобы зачитать именно тех, кому удача в конце концов повернулась лицом и кому было дозволено войти во дворец. Лишь считанные единицы из этих вызванных проходили сводчатым проходом, ведущим к воротам просителей. По большей части они или лежали мертвыми в безымянных проулках, или оставив всякую надежду когда-нибудь добиться права на вход, просто-напросто вернулись в тот уголок земного шара, который когда-то звали домом. Паладис был одним из тех счастливчиков, кого призвали во дворец вместе с семьей, когда город Просителей еще был обителью спокойствия и порядка. Он прибыл из южных земель Румынии, где в поте лица занимался своим ремеслом, каменных дел мастера и резчика по мрамору работая во дворцах бурно развивающихся технократических домов-картелей, которые вырастали из блуждающих песков на границе пыльного котла. Но мегастроения становились все выше и выше. Владычествующий издревле камень был вытеснен сталью и стеклом, и Паладис обнаружил, что вынужден искать работу где-нибудь в другом месте. Взяв жену и новорожденных сыновей, он пересек земли, все еще покрытые шрамами глобальной войны, которая бушевала так долго, сколько помнили себя живущие. Только сейчас начинала брежить возможность того рассвета, о котором говорили Глашатай Императора. В поисках этого благоденствия Паладис перевалил через хребты Сербии и держался Карпатской горной дуги, пока не вступил на родину русов и не прошел вслед за торговыми караванами по древнему шелковому пути через равнины на Хичевании. Здесь они повернули на восток, миновав Ариану, и снова ставшие плодородными земли индоев. А потом местность пошла вверх, и показались горы, отмечающие край света. Это зрелище вселяло благоговение, и оно навсегда отпечаталось в его памяти. Но последовавшие за этими годы придали его очертанию горький привкус. Паладис отвлекся от воспоминаний об убийстве и протиснулся через пластиковые полосы завесы, которая удерживала основную массу пепла в пределах крематория. Воздух был наводнен золой, а остатки покойников начинали забивать топку, так что печь скоро придется опорожнять. Паладис повесил свой прорезиненный фартук и стянул рукавицы из толстого брезента. Затем он освободился от смоченной ткани, обмотанной вокруг рта и носа, за которой последовали запачканные пеплом защитные очки. Пригладив руками свои растрепанные волосы, Паладис прошел через дверной проем в главную часть храма. Как обычно, она была запружена скорбящими, и приглушенные рыдания женщин и мужчин возносились вделанным в карнизы бесстрастным ангелом. Паладис почувствовал, что его глаза влечет к плавным изгибам отсутствующего ангела и положил свою руку на его холодную мраморную поверхность. Темный нефрит происходил из Сирии. Его вручную довели до ума и отполировали до такой гладкости, которая достижима лишь при любовном отношении мастера. И несмотря на это, Вадок Синг забраковал его и выбросил прочь. Паладис почувствовал, как при мысли о военном каменщике императора его руки стискиваются в кулаки. Синг был столь одержим своим ремеслом, что отметал все, что не соответствовало его жестоким требованиям. Будь то сырье, инструменты, чертежи или люди. Особенно люди. Взгляд Паладиса привлекло решенное черт лицо, и он снова спросил себя, чьим же портретом должна была стать его неоконченная поверхность. Теперь это было неважно. Оно никогда не будет завершено. Так что это был пустой вопрос. Паладис услышал, что кто-то зовет его по имени, и оторвал глаза от отсутствующего лица, чтобы посмотреть на другой конец помещения. А Роксана сидела вместе с Майей и двумя ее выжившими детишками. На обоих прекрасно подействовали противомикробные средства, которые девушка получила от Антиоха. Сбоку сидел муж женщины, Эстабен, и Паладис почувствовал прилив раздражения. Он запретил этому человеку распространять листовки Лектицио Дивинитатус, понимая, что неблагоразумно привлекать дополнительное внимание к месту, которое люди настойчиво называют храмом. Роксана подняла руку, и он ответил ей тем же жестом. Он знал, что она навлечет на них беду. Это было лишь вопросом времени. Кто-то вроде нее не мог скрываться вечно, даже в таком месте, как город просителей. Здесь никто об этом не знал, но Роксана была уникумом, и ее семья в конце концов потребует, чтобы она к ним вернулась, применив силу, если на то возникнет необходимость. Он направился к ней, сочувственно улыбаясь скорбящим и понимающий, кивая тем, кто их сопровождал. Когда он приблизился, Роксана подняла на него глаза и положила ладонь на голову ребенка, устроившегося у Майи на руках. «Похоже, лекарства действуют», — сказала она. «Думаю, оба будут в порядке». «Рад это слышать», — откликнулся Паладис, ероша волосы мальчика, сидящего рядом с Майей. «Его зовут Арик», — сообщила Майя протягивая руку, чтобы погладить ребенка по щеке. «Хорошее имя, сильное», — сказал Паладис, обращаясь к мальчику. «Ты знаешь, что оно означает?» Тот отрицательно потряс головой, и Паладис поднял сжатую в кулак руку. В самую раннюю пору объединения Арик был одним из тех, кто нес молнии императора, сообщил он. Говорят, что он был выше полой горы, и что он проложил Маханский перевал одними своими кулаками? Потерпи, и думаю, что со временем ты сможешь вырасти таким же здоровенным. Мальчик улыбнулся и тоже поднял кулак. Майя протянула руку и положила ладонь на плечо сына. Да прибудет с тобой любовь императора, сказала она. Ты благословен детьми. Паладес тяжело вздохнул, но кивнул. Два мальчика. Они здесь? спросила Майя. Мне бы так хотелось с ними встретиться и рассказать им, какой у них прекрасный отец. Были здесь, ответил Паладис. Они умерли. Ой, я так извиняюсь, сполошилась Майя. Я не знала. Что с ними случилось? спросил мальчик. Арик, замолчи сейчас же, воскликнула Майя. Да нет, все в порядке, возразил Паладис. Он должен знать о таких вещах и понимать их. Паладис взял мальчика за плечи и посмотрел ему прямо в глаза, желая, чтобы тот осознал всю серьезность того, что он сейчас услышит. Я когда-то работал на влиятельного человека, который не желал, чтобы я что-нибудь делал для кого-либо другого, начал он. Мне не нравились подобные ограничения, и я втайне принял заказ от другого лица, хотя и знал, что если все вскроется, то я дорого за это заплачу. Влиятельный человек узнал о моей второй работе и послал ко мне домой людей, чтобы выразить свое неудовольствие. Я трудился в известняковой каменоломне к западу от дворца, но моя супруга и два сына были дома. Те люди перерезали горло моей жене и прострелили сердца моим мальчикам. Я вернулся из каменоломни и обнаружил всех троих. Они так и лежали там, где упали. Глаза мальчика округлились, и Паладис понял, что он напуган. Это было хорошо. Страх сохранит его в живых, спасет его от многочисленных охотничьих уловок, выслеживающих его смерти. «Бедняга», — сказала Майя, оттягивая сына подальше от Паладиса. Он отвлекся от ее боязливого сочувствия и от горечи, которая поднималась в его душе, переведя взгляд на ее мужа, сидящего сбоку с каменным лицом. Оно было придавленным и пустым, как будто из него выкачали все жизненные силы. Паладис прекрасно знал это выражение. Иногда ему казалось, что этот человек никогда не снимает его со своего лица. «Эстабен», — произнес Паладис, но мужчина не поднял глаз. Он повторил имя, и голова наконец-то вскинулась. «Что?» «Твои сыновья выздоравливают, Эстабен», — сказал Паладис. «Ты должен чувствовать облегчение». «Облегчение?» — спросил Эстабен, пожимая плечами. «Вали и Чио сейчас с императором. Если уж на то пошло, то это они счастливы. Остальные из нас должны жить в этом мире со всеми его страданиями и болью. Скажи мне, жрец, с чего мне чувствовать облегчение?» Паладис разозлился. «Я соболезную твоей потере», но у тебя есть два сына, которым ты нужен, и я не жрец. Ты жрец, возразил Эстабен. Просто ты этого не понимаешь. Это храм, и ты его жрец. Паладис покачал головой. Но прежде чем он успел опровергнуть слова Эстабена, здание наполнил треск ломающейся древесины, за которым последовал тяжелый хлопок двери, выпавший из своей коробки. Раздались тревожные крики, и люди начали отодвигаться от входа. Через разбитую дверь переступили семеро мужчин. Здоровых, жестоких, опасных. Они были закутаны в меха, перетянуты кожаными ремнями и заключены в некое подобие доспехов из скованных стальных пластин. На двоих были увенчанные шипом шлемы. Первый был вооружен чугунным перначом зловещего вида, а другой имел при себе массивное оружие с расходящимся стволом, вдоль которого шли отрезки медных трубок, соединяющиеся с искрящимся цилиндром, заполненным крошечными дугами электрических разрядов. Мышцы их мощных рук поигрывали извивающимися татуировками, и над правым глазом каждого из них был выжжен зазубренный символ молнии. Люди бабут хакала, раздался придушенный голос Роксаны, но Паладес заставил ее замолчать, замахав на нее рукой. Он шагнул в центральный проход, выставив перед собой руки. «Прошу вас», — начал он, — «это обитель покоя и ритуала». «Уже нет», — сообщил широкоплечий человек, входя в здание вслед за своим авангардом. Он возвышался над семью опасными бандитами, заставляя их казаться малышней. На его груди перекрещивались перевязи с ножами, образующие букву «Х» а с пояса свисала тройка позвякивающих в разнобой мясных крюков. Рядом с ними располагалась кобура с широким пистолетом, и было очевидно, что его калибр слишком велик, чтобы обычный человек мог выстрелить из него, не лишившись руки из-за его отдачи. Его бицепсы обхватывали шипованные браслеты из крученного железа, из-за которых его вены пульсировали, как извивающиеся под кожей змеи. Все тело мужчины было расписано художественными татуировками в виде бесчисленных изображений молний, молотов и крылатых хищников. Те немногие места, на которых кожа еще сохранила природный цвет, имели нездоровую бледность трупа, а из уголка его рта тонкой полоской сочилась кровь. Но Паладис узнал личность того, кто пришел совершить возмездие, по глазам. Их зрачки были такими крошечными, что казались всего лишь черными крапинками в море красных точек от лопнувших капилляров. Глаза человека были в самом буквальном смысле налиты кровью. «Гхота!» — выдавил Паладис. 2. Афина поднималась вдоль центрального ствола шепчущей башни, возносимая по двойной спирали из неподвластных гравитации частиц, это вызывало отвратительный зуд кожи и болезненную пульсацию в рубцовой ткани, которой кончались обрубки ее ампутированных бедер. Оставалось вечной загадкой, почему создатели шепчущей башни сочли пневматический лифт излишеством, и когда бы Афине не приходилось перемещаться вдоль вертикали этого строения, она еще ни разу не упустила случая призвать проклятие на их голову. Ей было крайне необходимо увидеть наставницу Сарашину, так что она поднималась сквозь этой же башни к верхнему крылу о нейрокритике Альчера-Мунди, великой библиотеке грез города Прозрения. На ее бедрах лежала стопка бумаг и ученых журналов грез, где содержалась чреватая последствиями запись ее последнего путешествия в Материум, которая требовала повторного истолкования. Никто не понимал предсказательных техник ватиков лучше Аникса Рашиной. И если кто и мог внести ясность в последнее видение Афины, то это была ее бывшая наставница. Поток частиц наконец-то рассеялся, и Афина задействовала управление кресла своей рукой-манипулятором. Оно пошатнулось, когда одно репульсорное поле сменилось другим, и она поморщилась от сильного натяжения в рубцовой ткани своих изуродованных конечностей, которая без того походила на кожу барабана. Афина миновала сводчатый вход библиотеки, кивнув подразделению черных стражей, которое несло караул у дверей с мощной броней. Она почувствовала, как гудящие духи, встроенных в арку машин, оббегают ее своими бесстрастными глазами убеждаясь, что она не принесла в библиотеку никаких запрещенных вещей. Эту секцию о нейрокритике Альчера Мунди заполняли огромные скрипучие стеллажи, которые возносились вверх на сотни метров, в то же время расходясь лучами от центрального узла. Здесь были руководства по истолкованию, дневники с записями грез, учетные журналы видений и множество книг, по общепринятой астропатической системе образов. Тут же находился и полный архив сообщений, которые циркулировали между Террой и остальной галактикой, который содержал все до передачи, принятые и отосланные городом прозрения. По книгохранилищу зелеными призраками блуждали многочисленные сутулые астропаты, которые стремились внести ясность в свои видения. Телепаты более высокого ранга занимались добавлением одобренных накануне символов в постоянно растущую коллекцию. Каждое новое вливание санкционировалось Артемей Донсом Юнем, смотрителем этого бесценного хранилища. Афина видела, как дородный старый телепат шаркает между стеллажами с гроздью подпрыгивающих люм сфер в руке и свитой затюканных помощников за спиной. Афина двигалась вокруг центрального узла, пока не почувствовала присутствие Сарашиной, обнаружившейся в секции, посвященной природному символизму. Она полетела к своей бывшей наставнице, и та подняла голову при ее приближении. Хотя астропаты и были лишены обычного зрения, их ясновидение позволяло им воспринимать окружающий мир ничуть не хуже зрячих людей. «Афина!» — сказала Сарашина. Улыбаясь неподдельной теплотой, ты как? Измучена и утомлена, ответила Афина. Разве астропат может чувствовать себя по-другому? Сарашина, понимающе кивнула. Афина уловила краткую вспышку сострадания и подавила злость, вызванную жалостью наставницы. Ты пришла поговорить со мной о каязулении? спросила та, игнорируя резкий тон Афины. Нет хотя его разум искалечен. Трон тому свидетель. Непоправимо? Трудно сказать наверняка, ответила Афина. Зулейн крайне не расположен к работе, из-за чего страдает психворию. Но я думаю, что смогу привести его в себя. Если ты здесь не для того, чтобы обсуждать Кая, тогда что тебя беспокоит? Мне было указание насчет десятого легиона, сказала Афина. Прямо после того, как я виделась с Зулейном, Сарашина указала наконец конец стеллажа, который был дальше всего от центрального узла. Там находилось множество столов для чтения и информационных машин, которые были распределены вдоль изогнутой внутренней стены башни. Сарашина, уловившая смятение Афины, выбрала пустое место вдали от астропатов, изучающих книги и манускрипты с тактильным шрифтом. Афина, подлетев вслед за наставницей, выложила на стол свои учетные журналы грез. — Это указание, — сказала Сарашина. — Ты зарегистрировала его в коллекторе? — Еще нет, но я хотела сначала поговорить с вами. — Ладно, но после этого зарегистрируй его немедленно. Ты знаешь цель операции Десятого Легиона? — Конечно, — сказала Афина, — и это пугает меня до чертиков. Поскольку я не думаю, что это указание в прямом смысле этого слова. То есть, я не считаю, что это предвидение будущего. Думаю, это происходит прямо сейчас. Расскажи мне о том, что ты видела, сказала Сарашина. И не пропускай ничего. Я находилась в выжженной солнцем пустыне, когда увидела, что из песка вырастает обсидиановая статуя. Это был мускулистый человек в нагруднике из шлифованного железа, прикованный к скале. Его кулаки покрывало серебро, и на одном из них сидел сокол с янтарными глазами, оперением цвета океанской зелени и кривым клювом. «Со статуей все достаточно очевидно», — сказала Сарашина. «Прометей». Афина кивнула. Этот титан из древнего мифа символизировал веру в человечество которая стояла выше, чем даже приказ Бога. Его образ был общепринятой визуальной метафорой, которую астропаты использовали для представления примархов. Серебро латных перчаток статуи окончательно подтверждала личность. «Да, Ферус Манус», — сказала Афина, — «примарх железных рук». Итак, что произошло в этом видении? На солнце упала тень. Я посмотрела вверх и увидела — как его сияющий лик затмевает мраком, пока он не стал похож на планету, покрытую черным зернистым песком. Это новый символ, но я навидалась его в последнее время. «Естван-5», — сказала Сарашима. Афина кивнула. Как только солнце почернело, статуя Прометея рванулась из цепей, которые удерживали ее рядом со скалой. Сокол поднялся в воздух. Металлические звенья разлетелись и в кулаке Исполина возникло огненное копье. Статуя бросилась вперед и метнула дротик в сердце черного солнца. Его наконечник ударил в самый центр, породив каскад ослепительных искр. «Это хорошее знамение для флота лорда Дорна», — заметила Сарашина. «Я еще не закончила», — сказала Афина. Она сделала глубокий вдох и продолжила. Статуя уничтожила солнце броском своего копья. Но я видела, что она оставила позади себя существенную часть составляющего ее вещества. Глыбы обсидиана так и остались висеть, прилипшими к скале, и я поняла, что Исполин атаковал преждевременно, не вложив в удар всю свою силу. Затем статуя провалилась в песок, а сокол прилетел обратно. Он поглотил глыбы обсидиана и затем поднялся в воздух с криком триумфа. Это все. — спросила Сарашина. «Это все», — подтвердила Афина, постукивая по учетным записям своих грез. «Я сверилась со своей анейрокритикой, и меня смущает получившееся истолкование». Сарашина протянула руки и согласно кивнула, когда ее пальцы заплясали над рельефными словами и символами. «Ферус Манус всегда был импульсивным», — сказала она. Он несется к Иствану 5, чтобы нанести смертельный удар по мятежникам, обогнав своих братьев и значительную часть своих войск. «Да, но что меня беспокоит, так это хищник с янтарными глазами», — сказала Афина. «Сокол имеет первостепенную важность», — согласилась Сарашина. «Его очевидный смысл вселяет тревогу. Части, брошенные Ферусом Манусом, будут уничтожены» каким другим образом ты интерпретируешь сокола? В большинстве культур это символ войны и победы, что само по себе еще не повод для беспокойства. Так почему же ты встревожена? Вот, сказала Афина, раскрывая рукой манипулятором самый первый том своей анейрокритики и разворачивая его кругом. Пальцы сарашины непринужденно заскользили по страницам. И по мере их продвижения, по оттиснутым на них словам, ее безмятежное выражение сменилось хмурым видом. «Это древнее поверье», — сказала Сарашина. «Я знаю, многие божества, почитаемые этими исчезнувшими культурами, изображались хищными птицами, которые символизировали их боевую доблесть. И это только подтверждает более очевидный символизм», но я помню текст отпечатков ротажа, снятого с мраморной скульптуры, которую консерваторы обнаружили всего год назад в обломках улья, того самого, что обрушился в Норд-Африке. «Кайрос!» — вздрогнула Сарашина. Я почувствовала, как он рухнул. Под песком погребло 6 миллионов душ. Это было ужасно. Когда улей Кайрос провалился под поверхность пустыни, Афина находилась на борту Лемурии одной из самых больших орбитальных платформ, которые кружили вокруг Терры. Но она ощутила отголосок его гибели в эфире, как девятый вал страха и боли. Аура с пульсировала трепетом скорбного сопереживания. При обрушении уля к западу от него открылся ряд усыпальных комплексов. И на резьбе в погребальных камерах присутствовали хищные птицы. Обитатели Египта, как утверждается, считали их идеальным олицетворением победы, хотя они и смотрели на нее с точки зрения борьбы между изначальными силами противоположностями. Особенно это касалось торжества праведного над порочным, в противопоставлении физическому доминированию. И как это вписывается в твое указание, спросила Сарашина. Я к этому подхожу, сказала Афина, подталкивая к ней лист бумаги. Это текст свитка, который я скопировала несколько лет назад с деградирующей информационной катушки, найденной в руинах Нео-Александрии. Это просто список, пантеон древних богов, но в нем выделяется одно конкретное имя. В сочетании с янтарными глазами и расцветкой оперения птицы. Хорус. Хорус, произнесла Сарашина, когда ее пальцы замерли в середине списка. Может ли хищник с янтарными глазами символизировать воителя и его мятежников? «Передай это в коллектор», — велела Сарашина. «Сию же минуту». Три. «Прошу вас», — сказал Паладис, — «не причиняйте вреда этим людям. Они уже и без того хлебнули лихо». Гхота шагнул в храм, его тяжелые, подбитые гвоздями ботинки, давили стекло и камешки со звуками, похожими на ружейные выстрелы. Он обвел взглядом перепуганную толпу. В конце концов остановил его на Роксане и ухмыльнулся. Паладис увидел, что вместо зубов у него были стальные клыки, треугольные, как у акулы. Гхота ткнул пальцем в Роксану. «Плевать на остальных!» — заявил он. «Нужна только она!» Его голос был невероятно низким, как будто его выволакивали вопреки его воле из какого-то щебеночного карьера в утробе кхоты. Безжизненный, он скорежетал, как жернова, и, что удивительно, не отзывался эхом в каменных стенах храма. «Послушай, я знаю, что пролилась кровь, но твои люди напали на Роксану», — сказал Палладис. «Она имела полное право защищаться, Гхота склонил голову на бок с таким видом, как будто перед ним никогда еще не выкладывали этот довод. Он его позабавил, и Гхота расхохотался. По крайней мере, Паладису показалось, что исходящий из его рта грохот горной лавины означает смех. Она в тот момент нарушила границу, пророкотал Гхота. Ей нужно было заплатить пошлину, но она решила, что к ней это не относится. Мои люди следили за соблюдением законов Бабу. Она их нарушила. Теперь она должна заплатить. Все просто. Или она идет со мной, или я всех здесь убью. Паладис боролся с нарастающей внутри него напряженностью. Если хоть один человек запаникует, то этого хватит, чтобы храм стал братской могилой. Майя закрывала собой двух своих мальчиков, а Эстабен тем временем сидел с закрытыми глазами и что-то неслышно бормотал, сцепив перед собой руки. Роксана сидела с опущенной головой, и Паладис, увидев ее страх, почувствовал себя так, точно его хлестнули на отмаш. Так легко забыть, насколько она иная. Он сделал шаг к Хоте, но тот поднял руку и покачал головой. «Стой, где стоишь!» — сказал Кхота. «Однако, как я посмотрю, ты медлишь пытаясь сообразить, сможешь ли ты как-нибудь меня уболтать. Тебе этого не удастся. Еще ты раздумываешь, сможет ли твоя девчонка Бокши как-нибудь провернуть то, что она сделала с убитыми ей людьми. Возможно, ей удастся прикончить пару человек, но на мне это не сработает. А если она попробует, то я устрою так, что ее смерть растянется на неделе. Я знаю всю степень хрупкости человеческого тела, Знаю точь-в-точь, -точь, и я обещаю тебе, что она будет страдать. Мучительно. Ты меня знаешь, и ты в курсе, что я не бросаю слова на ветер. Да, Кхота, — ответил Паладис. Я знаю тебя, и можешь не сомневаться, я верю каждому сказанному тобой слову. Тогда отдай ее, и мы уйдем. Паладис вздохнул. Я не могу так поступить. Ты знаешь, кто она такая? Да. Глупо. — сказал Кхота, выхватывая свой крупнокалиберный пистолет с такой быстротой, что Паладис не был уверен в том, что он видит, пока помещение не наполнилось оглушительным грохотом. Все вскрикнули и продолжали кричать, когда увидели, что выстрел сделал с Эстебеном. Он оставил от него мокрое место, в самом буквальном смысле. Выстрел превратил в месиво верхнюю половину тела, швырнув ее через помещение и размазав по груди отсутствующего ангела. На молитве на сложенных руках статуи повисли сочащиеся кровью ленты из кромсонного мяса, а ее лишенное черт лицо разукрасили липкие мозги и обломки черепа. Майя закричала, и Роксана бросилась на пол. Рыдающие участники похорон жались друг к другу, внутри отгороженных мест. Уверившись в том, что они вот-вот присоединятся к тем, кто был им дорог. Дети вопили от страха, и их матери не пытались заставить их замолчать. Араксана подняла глаза на Паладиса и потянулась к кромке своего капюшона, но тот отрицательно покачал головой. Гхота согнул руку в запястье, и Паладис обнаружил, что смотрит в чудовищный ствол оружия, которое может разнести его в пыль. Дуло пистолета закурилось за витками дыма, и до Паладиса доносилась химическая вонь высококачественного пороха. Штампованное изображение орла на стволе поблескивало в тусклом свете храма. «Ты следующий», — сообщил Кхота. «Ты умрешь, и мы в любом случае заберем девчонку». Паладис внезапно ощутил, что температура его тела упала. Словно по соседству только что открылся морозильник вдохнув в помещение порывом арктического воздуха. Волосы на его руках встали дыбом. По спине ни с того ни с сего забегали мурашки. На лбу выступили бусинки пота. И хотя все его чувства говорили ему, что в помещении тепло, его тело дрожало, как в те ночи, которые он когда-то провел под открытым небом на равнинах на Хичеване. Звуки, издаваемые испуганными людьми, отступили на задний план и Паладис услышал пыхтящее, хрипящее, одышливое дыхание чего-то влажного и прогнившего. Мир лишился красок, и даже цветистые татуировки Кхоты казались тусклыми и прозаичными. Помещение затопил холодный воздух. Казалось, что внезапно поднявшийся ледяной сквозняк обвивается вокруг каждого живого существа и ласкает его прикосновениями, омерзительными в своем сходстве с отеческими. Паладис увидел, как один из головорезов Хоты оцепенел, схватившись за грудь. Как будто внутрь его грудной клетки забрался гигантский кулак и сдавил ему сердце. Его кожа сравнялась цветом со снегом недельной давности. И он, задыхаясь, рухнул внутрь одного из отгороженных мест с лицом, искривленным в разъяренную маску боли и ужаса. Другой мужчина упал, как подрубленный, обойдясь без драматизма своего товарища. Гримаса ужаса как будто приросла к его лицу, но на его теле так и не появилось никаких знаков. Гхота сердито взрыкнул и нацелил пистолет на Роксану. Но прежде чем он успел нажать на спуск, еще один из его людей завизжал, не помня себя от ужаса. Его крик был таким неистовым и первобытным, что застал врасплох даже такое бесчеловечное чудовище, как Хота. Мир снова наполнился красками. Пистолет Хоты бухнул с оглушительным грохотом, и Паладис бросился в сторону. Он не видел, куда тот стрелял, но услышал гудящий треск, когда он во что-то попал. В дальнем конце помещения закричали еще сильнее. Звуки были неистовыми, настойчивыми и полными ужаса. Паладис извиваясь, пополз по полу между отгороженными местами, понимая, что происходит что-то ужасное, но совершенно не представляя, что именно. Перед ним туманился выдыхаемый воздух. Он видел, что на спинке деревянной скамьи сбоку от него формируются морозные узоры. Он вздрогнул, когда Кхота выстрелил снова, взревев от злости, накал которой вгонял в ужас. Звуки его ярости промчались прямо сквозь паладиса, пробрав его до мозга костей и оставив разбитым и парализованным страхом. Ни один смертный воин не смог бы выплеснуть из себя подобный боевой пыл. Палагис, пришпиленный к полу ужасом, обхватил руками голову, пытаясь отгородиться от криков перепуганных людей. Он не поднимал лица, вжатого в холодные каменные плиты пола, панически вдохами втягивая в легкий ледяной воздух. Казалось, что крики продолжаются без малейшей передышки. Дикие вопли ужаса и боли, перекрываемые злобными рыками, в которых слышался грозный вызов, сливались в странный боевой речитатив, звучащий яростью древнего бога войны. Паладис не шевелился, пока не ощутил на шее каплю холодной воды. Он посмотрел вверх и обнаружил, что иней на спинке скамьи тает. Стужа исчезла так же стремительно, как и появилась. Он почувствовал прикосновение к своему плечу и заорал, беспорядочно молотя руками по напавшему на него человеку. «Паладис, это я!» — сказала Роксана. «Все кончилось, он ушел!» Паладис изо всех сил старался усвоить эту информацию, но нашел ее слишком невероятной, чтобы она могла уложиться в его голове. «Ушел?» — наконец произнес он. «Как? В смысле? Почему?» «Я не знаю», — сказала Роксана, выглядывая над верхом скамьи. «Это ты сделала?» — спросил Паладес. К нему начала возвращаться часть его самообладания. Он сел и отважился бросить быстрый взгляд над верхом скамьи. «Нет», — сказала Роксана, — «клянусь, я этого не делала. Посмотри, я не смогла бы совершить ничего подобного». Роксана не лгала. Гхота исчез, оставив в воздухе липкую вонь страха и чад едкого оружейного дыма. У входа в храм раскинулось семь тел, семь крепких, опасных мужчин. Ни один не шевелился. Их конечности были вывернуты под неестественными углами, как будто их отловил какой-то простодушный великан и выкручивал их до тех пор, пока не сломал им все на свете. Паладис навидался из уродованных трупов и знал, что в их телах раздроблены все кости до единой. Во имя Терры, что здесь только что произошло? спросил Паладис, перемещаясь в центр храма. Что убило этих людей? Будь я проклята, если знаю сказала Роксана. Но, что бы за штука это ни сделала, не собираюсь утверждать, что не испытываю к ней благодарности. Могу себе представить согласился Паладис. Над верхушками скамей начали появляться головы людей. Они обнаружили Паладиса, стоящим среди останков семерых человек, и их страх перешел в изумление. Паладис увидел написанное на их лицах благоговение и замотал головой, выставляя руки, чтобы откреститься от любого участия в их гибели. «Это был не я», — начал он. «Я не знаю, что случилось». Он оглянулся назад, вдоль центрального прохода храма, в направлении отсутствующего ангела. И слова замерли у него на губах. Со статуи, подобно гротескным фестивальным украшениям, свисали внутренности, которые разбросала из живота Эстабена. И Майя завывала, как баньши, от душераздирающей боли последней из череды ее утрат какую-то мимолетную секунду казалось, что вокруг очертаний статуи играет тусклый ореол света. Паладис ощутил задерживающееся присутствие смерти и не удивился, увидев, что внутри лица статуи, в мраморе, пронизанном темными прожилками, плавает злобный череп с алыми глазами. Он исчез так внезапно, что Паладис не был уверен, что он вообще что-то видел. «Так ты наконец-то за мной пришла?» Едва слышно прошептал он. Мгновение спустя рядом с ним возникла Роксана. Что ты сказал? Ничего, ответил Паладис, отворачиваясь от статуи. Я хотела бы тебя поблагодарить, сказала девушка. За что? За то, что ты не позволил им меня забрать. Ты одна из нас, ответил он. Я точно так же не давал бы им забрать любого другого. Он увидел ее разочарованные глаза и незамедлительно пожалел о своих необдуманных словах. Но было уже слишком поздно забирать их назад. «Так что здесь было?» — спросила Роксана. «Здесь была смерть», — сказал Паладис, подавляя порыв оглянуться через плечо на отсутствующего ангела. Он возвысил свой голос, чтобы его мог услышать остаток его паствы. «К нам пришли дурные люди, и они заплатили должную цену за свою нечестивость. Смерть выискивает любую возможность заключить вас в свои мрачные объятия. И идти путем зла означает попасть к ней на заметку. Теперь посмотрите и узрите цену этой стези. Когда люди в храме осознали его слова, они разразились радостными выкриками, крепко обнимая друг друга. Они вышли из-под сени смерти, и свет за ее пределами казался ярким, как никогда. Мир играл невероятно сочными красками, и утешение, которое дал им дорогой их сердцу человек, стоящий рядом с ними, еще никогда не было столь желанным. Они смотрели на него, как на источник своего только что обретенного счастья. А ему хотелось сказать им, что он вовсе не был причиной смерти бойцов Кхоты, и что он не слабее их потрясен тем, что еще жив. Но единственный взгляд на восторженные лица этих людей уверил Паладиса в том, что какие бы слова он ни подобрал, ему не переубедить этих непоколебимо верящих в него людей. Роксана сделала жест в сторону мертвых тел. «Так что мы с ними сделаем?» «То же самое, что и с остальными», — ответил он. «Мы их сожжем». «Гхота так легко это не проглотит», — заметила Роксана. «Нам нужно рвать отсюда когти. Он сравняет это место с землей». «Нет», — ответил Паладис подбирая чудную винтовку, которой был вооружен один из людей Кхоты. Это храм смерти, и когда ублюдок вернется, ему предстоит выяснить, что именно это значит. 5. Старые раны. Немыслимые. Встревоженный художник. 1. Кай и Афина спускались вниз на гравилифте, направляясь в расположенную близ основания башни столовую. С момента завершения их последнего сеанса Нунцио не было произнесено ни слова. Оба были изнурены усилиями по поддержанию пространства совместной грезы. С оценкой успехов Кая можно было подождать до того момента, когда между ними окажется барьер стола и напитки, чтобы рассеяться. Столовая башня освещалась плохо. Ее обстановка была аскетической, а стены были обшиты железом. Она напомнила Каю служебные помещения на борту космического корабля. Он задался вопросом, не было ли это сходство умышленным, учитывая, где именно большинству астропатов суждено провести существенную часть своей жизни. По гулкому залу были рассеяны одинокие, погруженные в размышления люди блуждающие пальцами по открытым книгам или добавляющие толкование новых символов в свои анейрокритики. Кай и Афина нашли себе стол и некоторое время сидели молча. «Итак, я иду на поправку?» – спросил Кай. «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос», – ответила Афина. «Тебе удалось отправить послание Астропату в башне голосов. это выжило тебя почти досуха». «И все-таки это прогресс, да?» «Не набивайся на похвалу. Тебе это ничего не даст», — сказала Афина. «Ты ее от меня не получишь, пока твои способности не восстановятся, причем полностью». «Ты суровая женщина». «Я реалистка», — ответила Афина. «Я знаю, что смогу спасти тебя от полой горы. Но мне нужно, чтобы ты тоже это понимал». От тебя требуется, чтобы ты мог отсылать сообщения за пределы планеты, на космические корабли, на другом конце сектора, причем ты должен передавать их без ошибок. Для последнего у тебя будет хор. Но ты не хуже меня знаешь, что лучшие из нас работают в одиночку. Ты к этому готов? Я так не думаю. Кай смущенно заерзал на своем стуле, сознавая целиком и полностью, что Афина была права. «Я чувствую, что мне небезопасно устремляться разумом слишком далеко в варп», — сказал он. «Я знаю, но пока ты не начнешь этим заниматься, ты бесполезен для телепатика. Я... Я хочу, но... Ты не понимаешь. Афина подалась вперед в своем кресле, и у Кая заныли зубы от электромагнитных полей его репульсорных платформ. Я не понимаю чего, что мы идем на риск и отваживаемся смотреть в лицо тем ужасом, которые не смогли бы осмыслить даже самые героические солдаты армии или Астартес, что нас в любой момент могут извратить те самые силы которые делают нас полезными что мы служим империи которая без нас рухнет и при этом боится нас почти так же сильно как врагов на наших рубежах о это Кайзулейн, я очень хорошо себе представляю я не имел в виду мне плевать что ты имел в виду рявкнула афина посмотри на меня я уродская развалина которую любой медик заслуживающий так называться, должен был позволить умереть в тот самый момент, как он меня увидел. Но я полезна, и поэтому мне сохранили жизнь. Афина похлопала, покрытой шрамами ладонью, по металлу своего кресла. Вот это не жизнь. Но каждый из нас должен нести свое бремя. Я свое, а ты свое. Я со своим справляюсь, и пора бы тебе заняться твоим. Я пытаюсь, сказал Кай. Нет, ты прикрываешься тем, что с тобой случилось. Я читала отчет о произошедшем на Арго. Я знаю, что это было ужасно. Но какую пользу ты принесешь, позволив выкачать из себя жизнь в полой горе? Ты способен на большее, Кай, и пришло время это доказать. Кай откинулся на спинку стула и провел ладонью по черепу, а затем улыбнулся, раскидывая свои руки на столе. Знаешь, это прозвучало чуть ли не как комплимент. «Не имела в виду ничего подобного», — сказала Афина, но тоже улыбнулась ему в ответ. Туго натянутая кожа ее подбородка не давала двигаться правому уголку губ, и выражение лица скорее напоминало гримасу. Закутанный в одежды сервитор принес им две кружки, сдобренного витаминами кофеина. Кай отхлебнул и вытаращил глаза от заполнившей рот горечи. «Трон, я и забыл, какой отвратный здесь кофеин!» не такой крепкий как бодяжат на армейских кораблях но чертовски близко к этому афина согласно кивнула и отпихнула от себя поставленную перед ней кружку я больше его не пью сообщила она почему ну если отвлечься от того факта что на вкус он как трюмная водичка и можно замазывать пробоины в корпусе корабля я пристрастилась к качественному кофеину на борту феникса подобного интенданты и коки там были самые наилучшие. А когда попробуешь что-то первосортное, трудно снизить планку. Феникса подобного звучит как название боевого корабля детей императора. Он им и был. Был. Он был уничтожен в сражении с Диаспорексом, ответила Афина. Получил удар энергетическим лучом в центральную часть и разломился надвое. Трон. И ты в это время была на борту? Афина кивнула. Двигательную секцию почти сразу же затянула вглубь звезды Королес. Носовая часть продержалась немногим дольше. Вторичный взрыв уничтожил хор, а потекшие обмотки затопили нижние отсеки плазмой за какие-то секунды. Моя охрана вытащила меня из хорового зала. Но еще до этого немногие из нас спаслись. «Мне так жаль», — произнес Кайни без сочувствия. «Но я рад, что ты смогла это выдержать». «Не смогла», — ответила Афина. «По крайней мере, не поначалу. Каждый мой день был наполнен болью, которой хватило бы на целую жизнь. Пока наставница Сарашина и мастер Джимен не обучили меня тантическим практикам, которые сделали ее терпимой». «Тантическим?» «Ты же знаешь, как работает Джимен», — флегматично заметила Афина. Кай обдумал это и спросил. «Может, они и меня смогут обучить?» «Сомневаюсь. Ты не такой коллега, как я». «Нет?» — едко спросил Кай. «По мне, так именно такой. Твое тело по-прежнему цело», — указала ему Афина. «Твой разум по-прежнему цел», — возразил Кай. Афина издала булькающий смешок. «Тогда мы вдвоем составляем дееспособного астропата». Кай кивнул, и молчание, установившееся между ними, не было неловким. Словно от того, что они поделились своими увечьями, между ними протянулась ниточка, которая не доставала до этого момента. Выходит, что мы оба выжившие, сказал Кай. И это выжить, ответила Афина. Да поможет нам тогда трон. 2. Коллектор, центральный узел сети внутригалактической связи, располагался в сердце паутины Башен города Прозрения. Его залы с высокими потолками, вырубленные в горном известняке армии слепых сервиторов, заполняли одетые в черные инфоциты. Они были подключены к латунным клавиатурам и были рассажены плечом к плечу друг к другу в сотни рядов. Как только телепатическое сообщение принималось и истолковывалось, а также просеивалось криптостезиками, оно обрабатывалось в коллекторе, и передавалась адресату при помощи более традиционных средств. Стерявшихся в тенях потолков спускались пластиковые лозы, завивавшихся пневматических трубопроводов, которые сипели и грохотали, подгоняя информационные цилиндры-контейнеры к цокающим и щелкающим клавишами имфоцитам и потом унося их обратно. Контролеры в серых одеждах и безликих серебристых масках неторопливо перемещались по шеренгам безымянных песцов на парящих гравитационных платформах. Будоражи листы, выкинутые мимо бумаги, которые были разбросаны по полу. Воздух был пропитан вонью типографской краски, запахом хирургических дезинфекторов и нудным однообразием, дополненных смрадом горелой проводки. Те из администратума, кому доводилось осматривать коллектор, находили это зрелище бесконечно скучным и чудовищно угнетающим. Работа администратора была не самой лучшей, поскольку среди занимающихся ей миллионов правом голоса обладали лишь немногие безликие мужчины и женщины. Но, по крайней мере, даровитый индивидуум имел слабый шанс выдвинуться и ставящий штемпели, регистрирующий и сортирующий массы. С этой же цикличной, монотонной каторги нельзя было сбежать даже так. И мало кто из администраторов возвращался в коллектор во второй раз, предпочитая закрывать глаза на его жестокую необходимость. Веска Орден неторопливо плыл через коллектор на своей репульсорной платформе. По внутренней поверхности его серебристой маски проплывали строки данных, а его взгляд метался от инфоцита к инфоциту когда он скользил глазами по очередному рабочему месту, над соответствующим оператором появлялась ноосферная гала с множеством символов, которые указывали на природу пересылаемого сообщения. Некоторые из них были межпланетными передачами, другие содержали судовые журналы или были контрольными выходами на связь согласно регулярному графику. Но большинство касалось мятежа Хоруса Луперкаля все 30 лет своей службы в коллекторе Веско гордился тем, что не имеет собственного мнения по поводу передаваемых им сообщений. Он был всего лишь незначительным нервным волокном, одним среди тех тысяч, с помощью которых император правил возникающим империумом. Рассыльному не пристала эмоциональная вовлеченность. Он был слишком ничтожным на фоне глобального размаха событий, не более чем бесконечно крошечной, шестеренкой немыслимо огромной машины. Ему всегда доставало убежденности, что в том, что касается галактики, у императора и его избранных помощников есть некий план, который и выполняется, как по нотам. После измены воителя эта уверенность поколебалась до самого основания. Веска увидел пламенеющий красный символ, которым обозначались более неотложные события и дернул своими тактильно-чувствительными перчатками, чтобы вывести копию текста на свой визор. Еще одно послание с Марса, где после мятежа, практически уничтожившего инфраструктуру Красной планеты, войска лоялистов сражались за плацдарм в квадранте Форсида. Марсианская кампания складывалась нехорошо. Магистры кланов Ассасинов взваливали на себя задачу по внедрению многочисленных агентов, пытаясь таким образом обезглавить командование мятежников. Но ликвидаторы обнаруживали, что проникновение через барьер дотошных биофильтров и детекторов благонамеренности, который защищал внутренние круги мятежных магасов механикум, было практически нереальной задачей. Это послание содержало еще одно уведомление о смерти, адресованное одному из кланов, Калидус на этот раз, Весков вздохнул и дернул рукой, закрывая сообщение. То, что Империум должен полагаться на таких тайных агентов, казалось отвратительным. Разве угроза, представляемая воителем, настолько велика, что требуется прибегать к услугам подобных лазутчиков и бесчетных тактических приемов? Флотилии семи легионов, отправленные, чтобы приструнить Хоруса Луперкаля, скорее всего, уже ведут войну на Истване-5. Хотя победной реляции еще только предстоит просочиться через разнообразные астропатические ретрансляторы на пути между Террой и логовом воителя. Ежедневные заявления по Воксу вещали о сокрушительном могучем ударе, который расширяет мятежников в разные стороны, и о неминуемости искоренения посеянной воителем измены. Так к чему тогда использовать ассасинов? Чему весь этот внезапный шквал посланий из шепчущей башни, отсылаемых на флотилии, составляющие вторую волну за спиной железных рук Саламандр и гвардии Ворона? Подобные вопросы обычно не тревожили Веску, но создавалось впечатление, что распространяемые по империуму заверения чуть-чуть перебирают с крикливостью и бравады, чтобы звучать искренне. Все больше и больше сообщений, чья суть скрывалась за шифром с высоким уровнем защиты, летела с Терры к экспедиционным флотам, запрашивая их точное местонахождение и оперативные директивы. Веска, ветеран коллектора, в какой-то момент начал осознавать, что повелители Империума в спешном порядке пытаются выяснить местоположение всех своих войск и определить, кому они верны. Неужели предательство воителя распространилось шире, чем можно было подозревать? Веска плыл через комнату к терминалу, когда над рабочим местом одного из инфоцитов возникла мерцающая иконка подтверждения запроса. Несмотря на то, что каждый оператор был подсоединен к терминалу на аппаратном уровне, сотрудники коллектора не были сервиторами с выжженными лобными долями. Они были способны на самостоятельное мышление, хотя подобные вещи не одобрялись. Над головой инфоцита возник ноосферный тег. «Оператор 38932, какова природа твоего запроса?» «Я... э... ну это просто». «Ну давай, выкладывай, оператор 38932», — потребовал от него веска. «Если это важно, то ты должен действовать под лозунгом четкости и расторопности». Да, сэр, это просто. В это настолько трудно поверить. «Четкость и расторопность, оператор 38-932», — напомнил ему Веска. Инфоцит поднял на него глаза. И Веска увидел, что тот изо всех сил пытается подобрать слова, которые передали бы суть его запроса. Но язык его подводил, и чем бы ни было то, о чем он хотел осведомиться, оно было не в состоянии покинуть его рот. Веска вздохнул, пометив себе в уме, что оператора 38932 нужно отправить на месячную переподготовку. Его репульсорный диск плавно пошел вниз. Но прежде чем он успел отчитать оператора 38932 за недостаток дисциплины в общении, над другим терминалом в том же ряду возник еще один запрос на подтверждение. Вдобавок, в соседнем ряду тоже мигнули два. За ними еще три, потом дюжина. Прошло несколько секунд, и мерцало уже как минимум сотня иконок. «Какого рожна?» — спросил Веска, поднимаясь вверх, чтобы обозреть тысячи подчиненных ему инфоцитов. Белые огоньки множились, расползаясь по помещению с устрашающей быстротой, как наглядная демонстрация распространения вирусной инфекции. Инфоциты смотрели на своих контролеров, но Веска не имел ни малейшего представления о том, что же такое происходит. Он опустился к рабочему месту оператора 38932 и вырвал из его дрожащих пальцев лист мема бумаги. Веска изучил напечатанные на нем слова. Буквы, крупчатые, оттиснутые черной, пачкающей краской, складывались в какой-то бред. Слова и символы неведомым образом перемешались в неправильном порядке приведя к истолкованию, которое, конечно же, было ошибочным. «Нет, нет, нет!» — сказал Веска, мотая головой и испытывая облегчение от того, что нашел разгадку. «Это неправильно истолкованное видение, вот и все. Хоры его не так поняли. Да, это единственное возможное объяснение. Его собственные руки тряслись». И как бы он ни пытался убедить себя, что это было всего лишь ошибочно истолкованное сообщение, он сознавал, что это не так. Некорректно понятое видение могло спровоцировать два или три запроса на подтверждение, но не тысячи. Веско Орден ощутил, что у него засосало под ложечкой, как будто из его легких откачали весь воздух, осознавая, что его инфоциты не просят подтвердить достоверности сообщения. Они надеются узнать от него, что это неправда. Мема бумага выскользнула из его пальцев но нейроны его мозга навечно запечатлили оттиснутый на ней кошмар, становившийся все страшнее с каждой новой строчкой. Имперский контур удар на Иствоне 5 захлебнулся в крови. Вулканы Коракс пропали без вести, Ферус Манус мертв. Повелители ночи, железные воины, Альфа-легион и несущие слово заодно с Хорусом Луперкалем. 3 на травянистом плато, что находится высоко на западном склоне горы, известной под названием чо ой -Ю. Стоит изысканная вилла с гармоничными пропорциями. Солнечный свет отражается от ее белых стен и поблескивает на красной глиняной черепице крыши. Из единственного дымохода вьется тонкая струйка дыма, а на коньке крыши восседают выведенные на заказ голуби. Из северо-восточного угла виллы вырастает стройная четырехугольная башня, похожая на одинокую сторожевую вышку на огромной стене или на маяк, установленный, чтобы вести мореходов в безопасную гавань. Внутри этой башни стоит Ясу Нагасена. Перед ним деревянный подрамник с натянутым на нем прямоугольником белого шелка, который удерживают на месте серебряные булавки. Чо-Ой-Ю. – старинное название этой горы. Слова наречия, уже давно как вошедшего в другой язык, который, в свою очередь, со временем вышел из употребления и был забыт. Мигу утверждают, что оно означает «бирюзовая богиня», и хотя на Гассене и нравится поэтичность этого имени, он предпочитает звучание слов мертвого языка. Башня выходит на дворец императора, а также с нее открывается эффективный вид на полую гору на востоке. Нагасена не смотрит на нее. Она омерзительна, хоть и необходима. И он никогда не рисует ее, даже когда пишет восточные пейзажи. Нагасена окунает кисть в баночку с лазурью и кладет легкие мазки в пределах контуров, которые он нанес еще раньше, чтобы не дать краске расплыться на ткани. Работая в стиле мошуй, свободной манеры письма, он покрывает шелк глубинами небес и кивает сам себе, глядя на то, как ложится краска. Он устал, он рисует с рассвета, но ему хочется закончить картину сегодня. Он чувствует, что если не сделает этого, то может не дописать ее никогда. Он простоял на ногах так долго, что у него ломит кости. Нагасена знает, что пережил слишком много зим, чтобы позволять себе подобное безрассудство но он до сих пор совершает ежедневный подъем по 72 ступеням, ведущим к самой верхней комнате башни. «Ну, ты заходишь или как?» — не оборачиваясь, спрашивает Нагасена. «Ты отвлекаешь меня уже тем, что стоишь там». «Мои извинения, мастер», — произносит Картона смещаясь от двери и вставая за правым плечом своего господина. Подумать только, некоторые слуги думают, что вы теряете слух. Нагасена весело фыркает. Это чтобы им было о чем поболтать. И ты поразишься, какие откровения можно узнать, когда люди думают, что ты их не слышишь. Они какое-то время стоят в молчании. Картона интуитивно понимает, что Нагасена сам решит, когда заговорить. Он не опускает глаза на картину, зная, что Нагасена не переваривает людей, которые заглядывают в незавершенные работы одна из его излюбленных присказок. На незаконченную живопись и смотреть нечего. Вместо этого картона глядит над плечом многосены, широкие проемы в стенах. Его мастер специально спроектировал помещение наверху башни, чтобы заниматься в нем живописью. Так что мир раскидывается перед ним во всю ширь. Каждая стена оборудована ставнями, которые не позволяют ветру залетать внутрь. И даже если Нагасена не пишет, но нуждается в месте, где царит безмятежность, он частенько преодолевает многочисленные ступеньки, чтобы насладиться видами окрестностей. В настоящий момент распахнуты северные и самые восточные ставни. И за ними во всем своем великолепии раскинулся дворец императора. Позолоченные крыши, зубчатые пинакли и могучие башни теснятся в пространстве, и огромный город-дворец дышит движением, словно живое существо. Просители, обслуга, солдаты и песцы наполняют его обширные районы жизнью и шумом. Над городом просителей поднимается дым костров, на которых готовится пища, но воздух чище, чем помнится на гасении. Он принюхивается к ароматам, которые приносят из дворца ветер, как путники, пришедшие из дальних стран. «Что ты видишь?» – спрашивает Нагасена, указывая на окно. «Я вижу дворец», – отвечает Картона. «И это прекрасное зрелище, непоколебимый и процветающий, полный жизни. А помимо города, другие горы, много чего перестроено. Небеса чисты, как струи родника, а облака вокруг пиков Дхаулагири подобны дыханию гигантов. «Опиши горы», – командует Нагасена. «Зачем?» Просто сделай это, пожалуйста. Картона пожимает плечами и переводит взгляд на гору, чьи высокие бугристые склоны сверкают в солнечном свете, как серебро. Она сияет, как полированный щит, вырастающий из земли. И как мне представляется, я могу разглядеть за ней высокие пики Гангхар Пуэнсум. Ты видишь Гангхар Пуэнсум? Да, мне так кажется. А что, это плохое предзнаменовение, мой друг. Легенда Мигу гласит, что когда прародитель из расы Паньгу умер, его голова превратилась в Гангхар Пуэнсум, который стал императором всех гор. Древние цари Мигу, бывало, сходили на его склоны, чтобы помолиться богам и добиться расположения неба. Еще никто не смог достичь вершины, и Мигу утверждают, что именно поэтому они остаются в неволе по сути являясь рабами. «Цари Мигу! У Мигу нет царей, не прародителей», — говорит Картона. «Это раса существ чернорабочих, сконструированных методами генетики. У них нет прошлого, чтобы иметь в нем царей». «Может и так», — отвечает Нагасена. «Ты это знаешь, и я это знаю. Но кто скажет за Мигу?» Сочинили ли они себе фиктивную историю и сказочное прошлое, чтобы объяснить свое место в мире? Облегчает ли их каторжную жизнь вера в то, что они ведут ее по воле богов? «Увидеть гору – плохое предзнаменовение?» – спрашивает Картона. Так утверждают Мигу. «Из каких это пор вы оглядываетесь на предзнаменовение?» – задает вопрос Картона. «Подобные вещи для простаков и Мигу». «Возможно», – говорит Нагасена. «Но в поисках направляющих указаний я написал пейзаж». «Написали пейзаж?» «Это какая-то новая форма прогностики, внедренная летописцами», — смеется Картона. «Должен признаться, я о таком не слышал». «Не дерзи, Картона», — рявкает Нагасена. «Я этого не потерплю». «Мои извинения, мастер», — мгновенно раскаивается Картона. «Однако я нахожу, что идея получения признаменовений посредством рисования необычна в эти-то времена». Это потому, что ты не пишешь картины, картона, не соглашается Нагасена. Древние художники считали, что в каждом живописце действует искра божественного. Они верили, что иногда можно разгадать частицу того, что замыслили для человека на небесах, просто нужно уметь смотреть. Легенда рассказывает, что Цзинь Нун, искусный художник из Джоу, написал величайшую картину в мире. Он посмотрел на то, что создал, узрел волю неба и сошел с ума, ибо знать подобные вещи не для смертных. Он сжег картину, отрекся от своей прежней жизни и стал отшельником в горах, где обитал наедине со своими тайнами. Те, кто ждал быстрого и легкого пути к мудрости, пытались разыскать его и умолить, передать им свои знания. Но Цзинь-Нун всегда прогонял таких глупцов, кончилось тем, что его захватила банда беспринципных негодяев. Они истязали его, пытаясь добыть божественные секреты. Но Цзинь-Нун ничего им не рассказал, и в итоге они сбросили его со скалы. «История не из счастливых», — говорит Картона. «Надеюсь, вы не планируете пойти по стопам Цзиня-Нуна». «Я одарен, Картона, но не настолько», — отвечает Нагасена. «В любом случае, предание на этом не кончается», нет? Так что же случилось дальше? Когда душа Дзиня Нуна покинула его тело, вмешались боги. Они позволили художнику выбрать, как он проведет свою следующую жизнь на Земле. Он реинкарнировал? Так гласят легенды, отвечает Нагасена. И кем он выбрал вернуться? Некоторые говорят, что он возродился в виде гранатового дерева в садах Люшон. Другие же утверждают, что он вернулся в виде облака. В любом случае, он добился благосклонности неба. А это то, чем стоит гордиться. Полагаю, что так, говорит Картона. Так вы видите что-нибудь на вашей картине? Это ты мне скажи, отвечает Нагасена, отступая от подрамника. Картона поворачивается к картине, и Нагасена следит за тем, как глаза его слуги блуждают по краскам и линиям. Нагасена знает, что обладает талантом художника и что вид за ставнями отображен на шелке с незаурядным мастерством, но ему нужна не похвала, а подтверждение того, что беспокоило его весь день. Говори, командует Нагасена, когда Картона не произносит ни слова и будь честен. Картона кивает. Крыши дворцовых зданий скучились, как заговорщики, а над всем возвышаются горы. Они отбрасывают на землю холодную тень. Я думал, что пики сияют серебром, но вы написали их в белизне траурных одежд. На мрачном небе висят низкие облака, надувшиеся, как недовольные дети. Мне не нравится эта картина. «Почему?» — спрашивает Нагасена. «Я чувствую, что от нее исходит угроза, как будто в переплетении нитей шелка притаилось что-то злобное. Картона поднимает глаза от картины и хмурится, когда не видит ничего из изображенного на ней за окнами башни. Над горами золотом сияет солнце. А ленивые облачка бредут по восхитительно прозрачному голубому небу, как странствующие министрели. Вы написали это сегодня? спрашивает Картона. Да, подтверждает Нагасена. Мастер, я не вижу того, что видите вы. Да я этого и не ожидал. Мы все смотрим на мир по-своему, и то, как мы его ощущаем, окрашено тем, что живет в нашем сердце. Ты глядишь на мир и видишь позитив жизни, далекий от охоты убийств, но я... Что? Что вы видите? Ах, я старик картона, и мои глаза начинают слабеть, — говорит Нагасена, внезапно теряя разговорчивость. Что я могу знать? Расскажите мне, что вы видите, — умоляет картона. Нагасена вздыхает и вглядывается в картину. «Я вижу, что у нас впереди эпоха тьмы. Мы знаем об этом, и он страшится грядущего кровопролития. Я боюсь, что мы стоим на пороге логова спящего дракона, и, войдя в него, мы разбудим самую ужасную угрозу, что только можно себе вообразить». Картона трясет головой. «Вы говорите о Хорусе Луперкале», Какое касательство мы имеем к взбунтовавшемуся воителю? К этому моменту от его армии должен остаться лишь прах. Пока мы тут с вами разговариваем, Ферус Манус и остальные ударные силы лорда Дорна уже празднуют победу. «Я боюсь, Картона, что ты заблуждаешься», — говорит Нагасена. «Я считаю, что воитель — более страшная угроза, чем кто-либо отдает себе отчет. И, по моему мнению, Лорд Дорн серьезно недооценивает, насколько далеко распространилось влияние хоруса. Многосена кладет свою кисть и направляется прочь из башни. Он спускается по ее 72 ступеням и входит в свой розарий. Ему хотелось бы провести в нем больше времени, но он знает, что это желание невыполнимо. Картона следует за ним и они призраками скользят через изысканно соразмерные и со вкусом обставленные помещения виллы. «Что вы затеваете?» – спрашивает Картона, когда Нагасена входит в свои личные апартаменты. Три стены помещения покрашены в белый цвет и украшены длинными шелковыми гобеленами и древними картами давно исчезнувших стран. Четвертая скрыта стеллажами, заполненными скрипучими свитками и массивными справочниками. В центре комнаты размещается низкий узкий столик из темного орехового дерева, на полированной поверхности которого аккуратно разложены принадлежности для письма. «Я готовлюсь», — загадочно отвечает Нагасена, водя руками по одной из голых стен помещения в последовательности замысловатых узоров. «Готовитесь к чему?» Стена перед многосеной откатывается назад, открывая длинное помещение, заполненное стойками с оружием и доспехами. Реструктуризирующие генераторы, метатели обездвиживающих сетей, снайперские винтовки, силовые клинки, вмонтированные в перстни лазеры, плазменные пистолеты, кастетные перчатки, дробовики, огнестрельные пики, фотонные тенета и стазисные гранаты принадлежности для погони и задержания. К охоте, отвечает Нагасена. На кого? спрашивает Картона. В его голосе начинают проскальзывать раздраженные нотки. Нагасена растягивает губы в улыбке, но в ней нет тепла, поскольку он понимает, что ответ лишь еще сильнее обескуражит его друга. Пока не знаю, говорит Нагасена. Шесть. Нагнетатели обстановки и сеятели паники. Радушный прием. Красное око. Один. Подобно всем дурным известиям, новости о резне на Истване-5 разлетелись с ликующей быстротой. Как будто те, кто их разносил, находили в их пересказе некое неприятное удовольствие. Реакция населения дворца была мгновенной и противоречивой. В рабочих поселениях плата Брахмапутры вспыхнули потасовки между возмущенными самой идеей того, что воитель мог быть изменником, и хулившими его за вероломное нарушение присяги. В округах Тергуара десять тысяч причитающих женщин преклонили колени перед громадной твердыней врат вечности, умоляя императора опровергнуть эти известия. На улицах болтались любители нагнетать обстановку и сеятели паники, которые визжали о том, что брат пошел на брата, завывая и скрежеща зубами с энтузиазмом буйно помешаны Смятение неслось по дворцу ужасающим вирусом истребитель жизни, оставляя за собой испепеленные надежды и разрушенные мечты. Мужчины плакали, не стесняясь своих жен и детей, их вера в непогрешимость императора пошатнулась до самых основ. То, что Хорус Луперкаль оказался способен предать своего отца, само по себе было ужасным до невообразимости. А уж выяснить, что его мятеж поддержало так много сынов императора, находилось для многих за пределами того, что они могли выдержать. Люди Терры начинали осознавать, что очутились в совершенно иной действительности. Да такое, что многие обитатели земного шара обнаружили, что они не в состоянии ее вынести. Крушение мечты. Мечты столь заветной, что жить без нее было не в моготу. Такова была суровая реальность дня, последовавшего за известиями о резне на Истване V. Сотни безутешных граждан Терры бросались со скал дворца или в тихомолку подносили лезвие к шеям и запястьям в стенах своих неприветливых домов. 7 тысяч мужчин и женщин, работавших на складах биологического оружия на американских равнинах Джонасбурга, заразили себя разрушительным штаммом недавно выведенного вируса Дзяньши, предпочтя смерть в огне автоматических обеззараживающих процедур жизни в мире, где могут предать императора. Когда весть о мятеже достигла каторожного острова Димена, заключенные объявили себя верными слугами воителя, и вырезали своих надзирателей. В центральные районы Меганезии стягивались полки, отобранные из мадьярских асуритов, но на то, чтобы отбить остров обратно, уйдет много кровавых недель. Твердая уверенность в несокрушимости Империума трещала по швам, по всему земному шару, но худшее было еще впереди. Когда солнце достигло своего зенита над Полой Горой и все тени спрятались, разнеслась весть о том, что в песках Иствана 5 пал один из сынов императора. Ферус Манус, возлюбленный генетический прародитель железных рук, был мертв, сражен, как утверждалось, рукой своего самого любимого брата. В это было невозможно поверить, это было какой-то нелепицей. Сама идея того, что полубог может быть убит, была абсурдом, бредовым измышлением безумного глупца. Однако проходили часы, из города прозрения по крупицам просачивалась информация, и становилось все сложнее отрицать, что Ферус Манус и в самом деле был мертв. Люди рвали на себе волосы и умершвляли свою плоть, оказывая кровавые почести павшему сыну императора. Ходили слухи, что погиб и вулкан, хотя никто пока не мог сказать с уверенностью, было ли это правдой или измышлениями воспаленных умов. Объективные факты, попав в сознание населения планеты, распространялись на гребне девятого вала, диких слухов и безумных приукрашений, которые все росли и росли с каждым новым пересказом. Некоторые слухи утверждали, что флот воителя прорвал внешний периметр Солнечной системы. В других его боевые корабли были уже на грани выхода на Таранскую орбиту. На всех континентах поднимали головы лжепророки, насаждая лживые и вводящие в заблуждение идеологии, пока их не утихомиривали имперские арбитры или воины Легио Кустодис в золотых доспехах. Количество гуляющих по планете небылиц все росло и росло, и в умах лидеров Терры начало формироваться подозрение, что часть из них была вызвана не паникой и не извращенной природой слухов и расстояний, а ложными сведениями, умышленно распространяемыми агентами воителя. Криптестезики, связавшись с Легио Кустодис, сообщили о множестве посланий, в которых прятались скрытые подтексты и тайные шифровки, и которые приходили на Терру по подозрительным маршрутам. Действуя на основе этих сведений, Кустоди произвели многочисленные аресты, которые только раздули костер смятения. Концепция вражеских засланников превращала братьев во врагов, соседей в потенциальных шпионов, а за любое слово инакомыслие на человека ставили клеймо предателя. Очутившись в атмосфере всеобщего страха, население Терры хваталось за любую возможность отвлечься. Кто-то находил утешение в компании дорогих ему людей. Для других это было забвение, которое сулили алкоголь и наркотики. Иные укрылись за надеждой, что Империум достаточно силен, чтобы вынести эту страшную бурю, доверившись мудрости Императора и мощи оставшихся у него армий. У некоторых же вера в Императора была совершенно другого свойства. И нелегальные церкви Лектицио Дивинитатус, раньше бывшие маленькими кучками единомышленников, теперь разрослись до многочисленных сообществ, которые собирались в потаенных подвалах, гулких складах и прочих заброшенных местах сходного толка. В минуты треволнений ум человека ищет утешение везде, где только может, и никогда сильнее, чем во время войны. Ибо всем и каждому на Терри было ясно, что предательство воителя уже вышло за пределы обычного локального мятежа. Оно стало ничем иным, как гражданской войной галактического масштаба. 2. В храме еще никогда не было так оживленно. Парадоксальный факт, если учесть, что его скорее всего в ближайшее время сравняют с землей. Гхота так и не вернулся. Но Роксана понимала, что это лишь вопрос времени. Она спрашивала себя, можно ли было поступить как-то иначе. Могла ли она сделать что-нибудь, что позволило бы избежать этого неотвратимого рока? Но нет. Она защищала себя. И если бы не ее уникальные дарования, она умерла бы медленной, унизительной и мучительной смертью. В свое время Роксана пришла в храм, считая, что заслуживает подобную судьбу. Но время и расстояние позволили ей разобраться в том, что произошло на борту Арго. Вопреки тому, что твердили ее отец и братья, в случившемся не было ее вины. Судно ввели в эксплуатацию на заре Великого Крестового Похода а требования военного времени не позволяли ему следовать графику планового ремонта. С учетом нестабильности, бывшей неотъемлемой частью технологии создания полей Геллера, катастрофа была лишь вопросом времени. Она с усилием сглотнула желчь, подступившую к горлу при воспоминании о том, как она сидела в заперти под защитой своего хрустального купола. И ей оставалось лишь гадать, что стало с экипажем хотя она прекрасно понимала, какая судьба должна была их постичь. Роксана потерла глаза основанием ладони и сделала глубокий вдох. «Спокоен путь, что видит глаз», — заговорила она, — «и шторм расступается передо мной. В гармонии дивной вздымает сейчас океан мне навстречу волну за волной». Разговаривать с собой — признак сумасшествия, — сообщил голос откуда-то с уровня ее плеч. Мой папа всегда так говорил». Роксана посмотрела вниз и увидела потерянное личико старшего из выживших сыновей Майи. «Арик», — произнесла она, — «твой отец был умным человеком. Думаю, он мог быть в чем-то прав». «Ты сумасшедшая?» — спросил мальчик. Роксана обдумала этот вопрос со всей серьезностью. У нее не было уверенности в том, что она знает на него ответ. «Полагаю, мы все временами бываем слегка не в себе», — ответила Роксана, присаживаясь рядом с Ариком на деревянную скамью. «Но это не то, о чем стоит волноваться». «Когда умерли мои братья, я думал, что сойду с ума», — сообщил Арик, глазея на отсутствующего ангела в конце здания. «Я все время видел лица на той статуе, но мама всякий раз говорила мне, что я это выдумываю и что я веду себя по-дурацки». Роксана осмелилась мазнуть глазами по безликой скульптуре не желая уделять ей больше одного взгляда. Паладис рассказал девушке о том, что, как ему думалось, он увидел в ней после убийства людей Кхоты. И теперь она гадала о природе той таинственной силы, которая могла походя обратить на них свой взор. Роксана знала из своего многолетнего опыта, что на свете имеется бесчисленное множество существ, которых могут привлечь сильные эмоции но она никогда не слышала, чтобы они водились на этой планете. «Не думаю, что тебе стоит так на него смотреть», — сказала она, тихонько отворачивая личико ребенка кончиками своих пальцев. Парнишка поначалу сопротивлялся, но в конце концов подчинился. «Говорят, мы все скоро будем покойниками», — сообщил Арик. «Кто говорит?» — мальчик пожал плечами. «Кто это говорит?» — надавила на него Роксана. «Кто это тебе рассказал?» «Я раскрываю уши, и я слышу всякое», — ответил Ларик. «Тут толчется слишком много людей. Не хочется, а услышишь, о чем они говорят». «И о чем же они говорят?» «Что Хорус идет, чтобы нас всех убить. Что его флотилии уже на пути к Терри, и он собирается вырезать нас всех. Точно так же, как он, говорят, обошелся с железными руками. Он сжигает дотла все планеты, там, в космосе, и народ боится, что он собирается сделать с нами то же самое. Мальчик тихонько заплакал, и Роксана обняла его рукой. Она притянула его к себе и осмотрелась в поисках Майи. Но матери Арика нигде не было видно. Женщина днями и ночами стенала у ног отсутствующего ангела, пока Паладис, в конце концов, не увел ее прочь, когда народ повалил в храм все возрастающими толпами. Весть о том, что здесь случилось, разнеслась по городу просителей даже быстрее, чем новости об именах людей, которых вызывали во внутренние пределы дворца. И в храм стекались любопытствующие, отчаявшиеся и нуждающиеся. Поначалу Паладис разворачивал их с порога, но вскоре его усилия стали тщетными, и в храм набилось больше трех сотен людей. Многие из них действительно хотели излить свою скорбь, Остальные же просто желали почувствовать себя частью чего-то большего. Роксана дала мальчику выплакаться, пытаясь за это время придумать, чего бы обнадеживающего ему сказать. «Воитель отсюда далеко», — произнесла она. «Ему понадобится много времени, чтобы добраться до Терры с иства на пять. Но флотилия Императора остановит его задолго до того, как он здесь окажется». Арик поднял глаза. Его лицо было красным и опухшим от шмыгания носом и слез. Обещаешь? Обещаю, ответила Роксана. Поверь, я разбираюсь в таких вещах. Я раньше работала на космическом корабле, так что я знаю, сколько занимает добраться с одного края галактики на другой. Арик заулыбался. Она постаралась скрыть от него истинную суть проблемы. Да, Истван находится невероятно далеко от Теры но на попутных волнах и при ровном ходе войска воителя смогут достичь сердца Империума за какие-то месяцы. Роксана уже не в первый раз спрашивала себя, что она делает здесь, в окружении незнакомых ей людей. Несмотря на все свои недостатки, ее семейство всегда тесно сплачивалось вокруг своих членов, включая и тех, кого заслуженно или по ошибке считали опозорившим доброе имя Кастана. Даже Роксану после потери Арго переправили в лона семьи, хотя и возложив на нее сокрушительный груз вины. Она понимала, что в свете неизбежного возмездия бабут хакала, нависшего над ними, как надвигающийся шторм, ей будет гораздо безопаснее покинуть это место. Она носила серебряный перстень, который мог послать импульс локатору в имении кастана, и через какие-то минуты к ней вылетел бы Ялик. В течение часа она уже вернулась бы в роскошные залы их семейного особняка, что раскинулся в Галиции, к его богатым библиотекам, коридорам с развешанными по стенам портретами и шикарной обстановке. Она бессознательно крутила кольцо вокруг своего правого указательного пальца. Ее большой палец завис над кнопкой активации, а в уме формировались первые кодовые фразы. Роксана убрала палец с перстня. Она знала, что как бы ей не хотелось удрать, она никогда не покинет этих людей. И не важно, что головорезы Бабут Хакала не оставили ей выбора. Но это из-за нее они придут сюда и уничтожат это место и всех в нем. Она не могла бросить этих людей на произвол судьбы. Точно так же, как не в ее власти было обмануть собственное сердце, заставив его остановить свой стук. Арик утер руками нос и глаза, в его глазенках все еще блестели слезы. Но внутренне он уже успокоился. «Чем ты занималась на космическом корабле?» — спросил он. Роксана замялась. Она еще не была готова открыть окружающим, кто она такая. Как и слепые астротелепаты города прозрения, люди ее породы были жизненно необходимы для существования Империума. Но их боялись не меньше, чем в них нуждались. И как в случае с большинством неправильно понимаемых вещей, страх перед их способностями превратил их в изгоев. Я помогала сделать так, что он гарантированно добирался туда, куда ему было положено, ответила Роксана. И поэтому ты носишь бандану под своим капюшоном, сказал Арик. Можно и так сказать, ответила Роксана, резко настораживаясь. Ты одна из этих навигаторов, да? Роксана вскинула голову и осмотрелась, пытаясь понять, не услышал ли кто вопрос мальчика. Если это было и так, никто не подал виду. Она склонила голову Карику и начала говорить шепотом. Да, сказала она, но ты не должен никому рассказывать. Люди, по сути, не понимают, кто мы такие и как мы делаем и что мы делаем. Из-за этого они начинают бояться. А в таком состоянии люди могут сотворить ужасные вещи с тем, кто их страшит. Арик улыбнулся сквозь слезы. «Тебе не нужно об этом беспокоиться». «В смысле?» «Все знают, кто ты такая», — сообщил он. «С того момента, как ты сюда пришла. Мой папа давно мне о тебе рассказал. Даже еще до того, как ты ходила добывать для меня лекарства». Роксана была ошарашена. «Люди знают, кто я такая?» «Ага», я уже несколько недель назад слышал, как народ об этом болтает. Она откинулась на скамье, чувствуя, как с ее плеч сваливается груз секретности. Роксану всю жизнь учили, что обычные люди боятся ее и попытаются затравить ее при первой же возможности. Слова одного единственного маленького мальчика и поведение окружающих ее людей одним махом опровергли это утверждение. И жизнь внезапно засияла красками, как будто в вены девушки хлынул эликсир чистейшего света. Она смотрела на простые, скромные, обыкновенные лица окружающих, теперь начиная видеть в них тех чудесных, сильных и решительных личностей, которыми они были. Они приняли ее в свою среду просто потому, что она здесь очутилась, а не из-за каких-то там семейных связей, торговых соглашений или служебных контрактов. «А правда, что у тебя под банданой есть еще один глаз?» Роксана кивнула. «Да. Можно мне посмотреть?» «Увы, Арик, нельзя». «Почему?» «Это может оказаться опасным», — пояснила Роксана. «Я слышал, что ты можешь убивать им людей». Роксана взъерошила волосы мальчика. «Арик, ты не должен верить всему, что слышишь о навигаторах. Да, если люди поглядят на него, они могут пострадать, и поэтому я держу его прикрытым. Я не хочу никому навредить. «А, а, -а, -а протянул Арик, но забыл о своем разочаровании, когда ему в голову пришел следующий вопрос. Но ведь ты можешь видеть будущее, правильно? Я имею в виду своим скрытым глазом. К сожалению, нет, ответила Роксана. Мы просто водим космические корабли, вот и все. Арик кивнул с таким видом, словно он в полной мере понимал все сложности и все тонкости, проистекающие из принадлежности к касте, членов которой избегали, но вместе с тем и нуждались в них для функционирования империума, к прослойке, которая была как могущественной, так и богатой, и все же никаким образом не могла занять свое законное место среди людей, которым служила. Араксану внезапно осенила, и она спросила Палладис понимает, что все знают. Не, он думает, что он один такой, ответил Арик. Я думаю, что от потери двоих сыновей у него слегка поехала крыша. Он никому не доверяет. Может, ты и прав, прошептала Роксана. Арик, ты знаешь, что ты умный мальчик. Моя мама всегда мне так говорит, самодовольно улыбнулся тот. Она притянула Арика к себе и поцеловала в лоб. Ты даже не представляешь, какой драгоценный подарок ты мне только что сделал, сказала она. Он выглядел озадаченным, но кивнул с детской серьезностью. Вот, позволь мне дать тебе кое-что в ответ, сказала Роксана, стягивая что-то с пальца и кладя это в центр его ладошки. Она сжала его пальцы поверх этой вещицы, прежде чем кто-нибудь успел увидеть, что она ему дала. Что это? спросил Арик. Роксана улыбнулась. Волшебное кольцо, ответила она. 3. За крепостными стенами Арзашкуна вздымались и опадали бесчисленными барханами белые пески Руб-эль-Хали. Кай прогуливался по пустынным бастионам и безлюдным башням, наслаждаясь праздностью своей походки. Пески за стенами хранили безмолвие, пылясь под теплым сирока, который доносил соблазнительные запахи жареного мяса, сдобренного пряностями, подогретого вина и экзотических благовоний. Кай водил пальцами по серебристо-золотым зубцам парапетов, напитываясь покоем от царящих в окрестностях тишины и безлюдия. Ничто не двигалось в песках, никакие призрачные охотники или похороненные воспоминания не грозили вырваться на поверхность поскольку Кай всего лишь видел сон. Он обладал достаточно развитыми метакогнитивными способностями, чтобы осознать, что спит, и сформировать картину своего окружения с таким качеством, которое было за пределами возможностей большинства основицев. Для Кая Арзашкун был гораздо большим, чем просто прибежищем от опасных сущностей и материума. Это было место, в котором он мог обрести покой, Полной мере отвлечься от своих бед и найти уединение, сюда не имел доступа никто, кроме тех, кого Кай специально приглашал разделить с ним пространство грезы. И сейчас он блаженствовал в тишине, которая наполняла каждую комнату и царила под куполами пышно украшенного строения. Кай спустился по ступеням во внутренний дворик. Его походка была легкой, а мрачное настроение, бывшее его постоянным спутником со времен бедствия на Арго, понемногу улучшалось. Страх все еще не исчез. Он таился на задворках его восприятия. Но Кай больше не желал признавать его власть. Вспоминать означало чувствовать, а чувствовать означало переживать. Десять тысяч смертей, что кричали у него в голове. На какое-то время расстроили рассудок Кая. И астропат не был уверен до конца, что разум вернулся к нему в целости и сохранности. И все-таки те несколько раз, когда ему удавалось сбежать в Арзашкун, были тем временем, когда он мог без свидетелей зализывать свои раны и испытывать все прелести, созданного человеческим воображением, не боясь чудовищных воспоминаний и ужаса сопереживания. Кай толчком распахнул двери в главный зал и втянул запахи ароматических ламп и свежей зелени. В центре помещения искрился круглый бассейн, чья чаша была облицована плиткой с ромбовидным узором золотого и алого цветов серебряный фонтан в виде героического воина с трезубцем поблескивал в солнечном свете лениво струящимся вниз через витражи купола листья пальм слегка колыхались на ветерке дующим из открытой двери сильно пахло цитрусами и кальянным дымом воздух благоухал ароматами далеких стран давно ушедших времен и для Кая связь с прошлым была мощной опорой в этом царстве воображения и грез. Если бы он пожелал, то смог бы воплотить в явь любую прихоть своего сознания. Но здесь уже было все, в чем он нуждался. Покой, одиночество и исчезновение тысяч голосов, шумно требующих его внимания. Кай петлял между поддерживающими крышу колоннами из мрамора и нефрита, направляясь к широкой изогнутой лестнице, которая вела наверх вкрытую обходную галерею. С изящных арок свисали боевые знамена, багряные, изумрудные и золотые, награды, добытые в битвах, которые уже никто не помнил. Казалось удивительным, что такие ужасные и роковые для жизни тысяч людей события смогли забыться с такой легкостью. От солдат, что сражались в тех битвах, остались лишь песок пустой земли но когда-то их жизни имели значение. И не важно, что ход истории снизвел каждую из них до ничтожных песчаных крупиц. В свое время они были важны, в свое время они что-то изменили в мире. То, что эти изменения теперь существовали лишь в грезе, не умаляло значения их жизни. Кай помнил о них, пусть даже и памятью, заимствованной из рукописи примарха. В свое время о Кае тоже забудут, но эта мысль не вызвала у него страх, а наоборот заставила улыбнуться. Во времена подобные нынешним забвение должно почитаться за счастье. Быть восхваляемым всеми, быть тем, на кого рассчитывает такое множество людей, вот это было бременем, которое никто и никогда не должен на себя взваливать. Кай поражался, как люди вроде Малкодора, Лорда Дорна или Харместера его выдерживают. Он задержался у подножия широкой лестницы, закрыл глаза и погрузился в журчащие звуки фонтана. По картине, видимой его вторым зрением, пробежала рябь. В лицо пахнуло ветерком, и Кай вдохнул ароматы страны, уже давно отошедшей в область преданий. Запах был одним из самых сильнодействующих ощущений в пространствах грез. И головокружительное благоухание алиназика, Хабиша и Махлепи перенесло разум Кая на базар под открытым небом, где на переполненных улочках толкались толпы потных тел, говорливые продавцы, торгующиеся покупатели и карманники с сомкнутыми шрамами ртов. Кай ощущал запах дыма костров для приготовления пищи, вздымавшихся клубов гашиша и насыщенных паров папаскары, разливаемой из глиняных кувшинов по оловянным кружкам, прибитым к распивочным местам. Воспринимаемое было настолько реальным, что Каю пришлось схватиться за резную балюстраду, чтобы не осесть на корточке от накатившейся на него пронзительной тоски. В уголках глаз защипали слезы, и Кай спросил себя, откуда он может знать эти звуки и запахи. Они не были фантазией, вызванной из глубин его воображения. Нет, это были воспоминания о чувственных впечатлениях, которые принадлежали чужому разуму. Эти ощущения были добыты из глубин памяти столь древней, что Кай был ошеломлен тем, что на свете есть ум, который в состоянии вместить в себя столько истории. Он задохнулся и открыл глаза. Мир дрогнул, когда Кай на мгновение упустил контроль над его материальностью. Его дыхание было частым, хотя он и понимал, что не дышит по-настоящему в этом пространстве грезы. Тело Кая лежало на койке, погруженное в сон, Однако определенные законы реальной вселенной продолжали действовать и в царстве грез. Хотя для того, кто существовал в мире, лежащем за пределами разумения большинства смертных, термин «реальная вселенная» был почти что бессмыслицей. Его глаз уловил промельк движения, и Кай поднял взгляд на галерею, как раз вовремя, чтобы заметить человека, исчезающего из поля зрения. Какое-то мгновение он стоял в полном ошеломлении, не в силах поверить в то, что он только что видел. Кто-то другой в пространстве его сновидения. Каю доводилось слышать сказочные истории о могучих псайкерах, которые могли вторгаться в грезы сновидцев и изменять структуру их разума. Но утверждалось, что последний из этих когносцинтов умер тысячи лет назад. «Погоди!» — заорал Кай, срываясь с места и перескакивая через две ступеньки за раз. Он совершенно выбился из дыхания, пока добрался до лестничной площадки и, развернувшись на 90 градусов, скарабкался по последнему пролету. Каменный мозаический пол украшали узоры с квадратно-спиральным мотивом в виде лабиринта с единственным входом и выходом. Кай бросился по галерее к тому месту, где он в последний раз видел таинственную фигуру. В арках проемов вздувались шелковые занавесы, пропуская стук далекого барабана который раскатывался в пульсом другой эпохи. Кай не видел ни одного музыканта и знал, что для его грез эти звуки были такими же невозможными, как и зрелище незваного гостя. Он пробежал вдоль галереи, оставляя перестук за спиной, и прошел через закрытый пологом дверной проем, очутившись в комнате полной света и зеленой поросли. Через пол прорастали деревья. Словно после тысяч лет людского небрежения эту крепость снова захватила природа. С пилястров свисали золотые гобелены, ползучих лос, а оконные проемы обвивали гирлянды трепещущих листочков. В дальнем конце комнаты была дверь, и к ней шел высокий человек в длинных белых с золотом одеждах. Он был слишком далеко, чтобы разобрать его черты, но его глаза были озерцами великой печали и досконального понимания цены, которую люди платят за свои мечты. «Стой!» — выкрикнул Кай. «Ты кто? Как ты можешь здесь быть?» Человек не ответил и исчез из видимости. Кай промчался через комнату, сметая со своего пути опадающую листву и раскиданные лозы, чтобы прорваться к двери, через которую ушла закутанная в одежды фигура. Ароматы специй Юной поросли и древние памяти ощущались здесь сильнее всего, и Кай испустил триумфальный крик, наконец-то достигнув проема. Из-за двери донесся запах соленой воды и нагретого камня, и теперь уже, добравшись до двери, он осознал, что испытывает странное нежелание в нее входить. Кай собрал все свое небогатое мужество и переступил порог. Он очутился на балконе, высоко на боку Центральной башни крепости о существовании которого даже не подозревал. Обжигающий пылал ⁇ жгучий красный глаз солнца ⁇ Перед Каем раскинулось озеро, настолько громадное, что больше заслуживало зваться океаном. Оно было невероятно голубым, и на него было почти что больно смотреть. Над его водами летали стаи птиц, а недалеко от берега качались маленькие рыбацкие лодки. Балкон был пуст. Это было невозможно, поскольку бежать незваному гостю было некуда. Не считая двери за спиной Кая, единственным путем наружу был обрыв глубиной в сотни метров. Менять же законы, управляющие логикой грезы, было под силу лишь ее создателю. Да и то это было опасным делом. Так что Кай совершенно не представлял себе, как загадочному незнакомцу удалось ускользнуть. Кай подошел к краю балкона и оперся руками о а нагретый солнцем камень. Он втянул одуряющий чистый воздух, свободный от химической отдушки, который был пропитан каждый вздох из тиранской атмосферы. «Где находится это место?» — заговорил Кай, откуда-то зная, что человек, которого он преследовал, его услышит. На его плече сомкнулась мощная хватка, и Кая как будто ударила током. У него возникло ощущение, что будь на то воля хозяина этой руки, он раздробит ему кости в дребезги простым поворотом кисти. «Это древняя земля!» — раздался голос рядом с его ухом. «Мягкий, напевный, но со стальной сердцевиной». «Как?» — спросил Кай, зачарованный голосом мужчины. «Человеческий разум невероятно сложен даже для таких, как я», — ответил человек. Но невелика задача поделиться с тобой моими воспоминаниями. Вы и в самом деле здесь, спросил Кай, мне это не грезится. Ты спрашиваешь, в самом ли деле я здесь, в грезе, которую ты сотворил, сказал мужчина с ироническим смешком. Это к философам, ладно. Да и в любом случае, что есть действительность? Разве для тебя вот это все менее реально, чем твоя жизнь в шепчущей башне? Разве пламя, горящее в твоей грезе, согревает хуже костра, испаленьев и хвороста? Я не понимаю, — сказал Кай. Зачем вы здесь, со мной, прямо сейчас? Я хотел повидаться с тобой, чтобы больше о тебе узнать. Зачем? Кто вы такой? Вечная одержимость именами, — сказал мужчина. Я сменил много имен за долгие годы, и одно было ничем не хуже другого, пока я не избавлялся от него ради следующего. Так как мне вас звать? Не зови меня никак, ответил мужчина, и сила его хватки на плече кая взлетела по экспоненте. Остропат сморщился, когда компоненты сложной костной структуры его плеча заскребли друг от друга. Просто слушай! Кай кивнул, и боль в плече слегка ослабела. Птицы над озером пикировали над рыбацкими лодками. Их крики, отражающиеся от воды, доносились словно с огромного расстояния. Кай сощурился. Яркая голубизна озера резала глаз, и его аугметика была не в силах ему помочь в этом сне. На просторах галактики, Кай, обитают могучие и жуткие силы. Те миллиарды миллиардов нитей, что они вплетают в будущее, не под силу охватить разумом, даже величайшим, из провидцев Эльдар. Но я увидел, что одна особенная нить обвивает мою собственную. Можешь угадать, чья? «Моя?» — осмелился высказаться Кай. Мужчина расхохотался, и его смех был таким заразительным, что Кай улыбнулся, невзирая на растущую боль в плече. Но вместе с тем в нем чувствовалась какая-то неестественность, словно этот человек не смеялся так давно, что забыл, как это должно звучать. «Ты Кай Зулейн?» «Нет, судьба не уготовила тебе остаться в памяти сказителей саг грядущих эпох», — ответил мужчина. У Кая сложилось четкое ощущение, что он вглядывается в слепящее красное око солнца. Я говорю о другом, о том, кто способен уничтожить все, чего я добился, и прервать нить моей жизни. Но чье лицо от меня скрыто. Так почему же вы тогда здесь и разговариваете со мной? ⁇ спросил Кай. Если вы тот, кто я думаю, то у вас должен быть миллион дел поважнее меня. ⁇ Совершенно верно, согласился мужчина. Но я здесь и разговариваю с тобой, потому что ты будешь свидетелем моего конца. Я чувствую, как тебя волочит на незримой нити, которая ведет к моей смерти. И если ты сможешь увидеть мою гибель, тогда мне удастся узнать, как она произойдет. И вы сможете ее предотвратить?» – спросил Кай. Красное солнце начало клониться к горизонту. Там будет видно. 4. Регицидная доска простаивала без дела. Сейчас было неподходящее время для игр, и они все это понимали. Немо Джимен вмерил шагами свои апартаменты. Его лицо кривило раздраженная гримаса, лишь добавившая складок к его и без того грубым и морщинистым чертам. Он не спал с тех самых пор, как коллектор разнес весть о катастрофе на Истване 5, и на нем начинало сказываться переутомление. «Присядь, Немо, я начинаю от тебя уставать», — сказала Сарашина. «И натяни на себя какую-нибудь треклятую одежду», — добавил Эвандер Григора. «Я не могу», — сообщил Джимен. «Мне лучше всего думается на ходу. И нагота тоже этому способствует. Так энергии текут через меня неизмеримо лучше». «Ты сам понимаешь, что это чушь», — сказала Сарашина. Джимен вскинул голову и взмахнул рукой, отметая ее возражение. «Ты не хуже других знаешь, что если для тебя что-то срабатывает, так это лишь потому, что ты сам себя в этом убедил». Сарашина полулежала, откинувшись на спинку кресла, повторяющего контуры тела, пытаясь облегчить ужасные спазмы в плечах и шее при помощи его массажного рельефа. Безнадежная задача. После нескольких дней непрерывной череды сеансов телепатической связи с астропатами по всему империуму они все едва держались на ногах. Хоры работали далеко за пределами безопасной нагрузки, и сотни астропатов уже истощились, как быстро прогорающие осветительные снаряды, которые запускают над полуночным полем боя. Более дюжины телепатов пострадали от пагубных вселений которые потребовали вмешательства черных стражей Головко. К счастью, подобные инциденты удалось купировать, и к настоящему моменту кели невезучих бедняк были простерилизованы огнем и запечатаны пси-запорами. И ватики не увидели никаких признаменований, задал вопрос Джимен. Мы в этом уверены. В коллекторе не было зарегистрировано ничего, кроме грезы видения Афины Гиос, сказал Григора пролистывая многочисленные страницы информационных выжимок на экране своего планшета. Даже ни одного остаточного фрагмента или неправильно истолкованного образа. «Ты в этом уверен, Эвандер?» – требовательно спросил Джимен. «Дворец жаждет воодрузить на пике чьи-нибудь головы, и мы следующие в очереди к плахе». «Я уверен, Хармейстер», – произнес Григора. В его тоне слышалось раздражение, которое вызвало сама идея того, что его сотрудники могли что-то пропустить. Если бы было что находить, криптостезики бы это заметили. Джимен кивнул и возобновил свое расхаживание на Гишом. Проклятье! Но почему Афина не отослала свое видение прямиком в коллектор? Зачем она потратила время впустую, отправившись к тебе, Аник? На этот раз, Немо, я спущу тебе оскорбительность этого вопроса, но никогда больше не говори со мной в таком тоне. Извини, ты знаешь, что я имел в виду. Сарашина разгладила свои одежды. Это ничего не изменило бы, и ты это знаешь. К тому моменту, как Афина истолковала свое видение, было слишком поздно что-либо предпринимать. Предатели уже ударили. Мы никоим образом не смогли бы предупредить Феруса Мануса или остальных. «Я знаю, но это меня бесит», — сказал Джимен останавливаясь, чтобы сделать затяжку из спиральной трубки тихо курящегося кальяна. Воздух наполнился благоуханием, навивающим мысли о пустынных горах. «Лорд Дорн готов разломать обсидиановую арку и вытащить меня наружу за шкирку. Он желает знать, почему мы не провидели, что это произойдет, и что мне ему сказать. Скажи, что течения им материума постоянно меняются, и что смешно думать, что ты можешь использовать их для предвидения будущего на уровне, выходящем за рамки догадок. Это как пустить стрелу из лука в ветреный день и пытаться предсказать, в какую песчинку она попадет. Я ему это сказал, ответил Джимен. Его это не впечатлило. Он думает, что мы прошляпили случившееся, и я склонен с ним согласиться. Ты сказал ему, что мы не пророки. — спросил Григора. «И что, если бы мы могли предсказывать будущее? Нас бы заперли в склепе вместе с крестовым воинством и остальными предателями, которых загребли кустодии». «Конечно, но лорд Дорн — человек резкий, и он требует ответов», — сказал Джимм. «Мы все знаем, что прозреть варианты потенциального будущего, воспринять отзвуки грядущих событий, возможно». И я потрясен тем, что ни один из астропатов в этом городе не увидел даже и отблеска того, что случится. Это неправильно. Это не учуял ни один из твоих ватиков, Аник, ни один. Кроме Афины Диос, сказал Григора. Кроме Афины Диос, повторил за ним Джимен. Как такое возможно? Я не знаю, сказала Сарашина. Выясни, приказал Джимен. Возможно, это система, произнес Григора. «Ты и твоя система!» — возопил Джимен, скидывая руки в воздух и хлопая имя себя по голове. «Системы нет! Ты измышляешь вещи, Эвандер! Я видел то же, что и ты, и я не заметил никакой системы!» «Со всем возможным почтением, Хармейстер, но вы, в отличие от меня, не живете в осколках грез, и вы не видите того, что вижу я. Я изучал систему столетиями, и вот уже много лет, как она выстраивается во что-то жуткое». Все голоса говорят об огромном красном оке, которое обрушивается на Терру, о силе устрашающей разрушительной мощи, которая навсегда изменит ход истории. Джимен прекратил свои расхаживания. Так твоя драгоценная система говорит тебе вот это. Мне не нужна нейрокритика юня, чтобы объяснить, что это значит. Красный глаз символизирует хоруса Луперкаля, что тебе скажет даже новичок. Если это все, что ты узнал за долгие годы поиска систем, которых нет, Эвандер, ты потратил время даром. Око не олицетворяет Хоруса, сказал Григора. А кого тогда? спросила Сарашина. Я считаю, что это Магнус Красный, ответил Криптостезик. Думаю, алый король направляется к Терри. Не будь смешным, Эвандер, прошипел Джимен. Магнус все еще на Проспера, пестует свою гордость, уязвленную на Никее. Мы в этом уверены? — спросил Григора. 7. цинты. Пещера. Врата прорваны. 1. В шепчущей башне царили полумрак и тишина, но логово криптестезиков выглядело мрачным и зловещим даже на этом фоне. Кай и Афина торопливо шли по проплавленным мелтами тоннелям, то и дело останавливаясь, чтобы провести пальцами по стене, сверяясь с вырубленными на ней указателями. Астропатам требовалось немного времени, чтобы научиться ориентироваться в привычных коридорах своих башен. Но никто не посещал подземные этажи, где работали криптестезики, если на то не было очень серьезных оснований. «Это плохая идея», — сказал Кай, ощущая псионическую пульсацию шепчущих камней, которые сливали остаточные энергии сотен астропатических видений в залы улавливателей. «Я знаю, но она принадлежала тебе», — напомнила ему Афина. Шум, издаваемый несущим ее креслом, отдавался в угловатых коридорах неестественно громким звуком. «Я ясно помню, как говорила тебе, что это плохая идея», и не один раз. Не ищи криптостезиков, они сами тебя найдут. Они находились на глубине сотни метров от поверхности земли. Температура была низкой, и перед Каем туманился выдыхаемый им воздух. Впереди тянулись километры тускло освещенных коридоров, лишенные маркировки двери сливались со стенами, и только редкие зарубки указателей давали представление о том, насколько глубоко они забрались. «Ты в любой момент можешь вернуться», — сказал Кай. «И пропустить, как Эвандер Григора сожрет тебя с потрохами, не дождешься. Я думал, Сарашина велела тебе, чтобы ты мне помогала». «Это так», — подтвердила Афина. «И прямо сейчас я помогаю тебе, служа гарантией того, что когда ты унесешь ноги с этого этажа, твои мозги все еще будут у тебя в черепушке. Теперь ты драматизируешь». Скажешь мне это, когда Григора подключит тебя к своим машинам. Тогда и увидим, насколько я драматизирую. Кай знал, что Афина права. Разыскивать криптостезиков и в самом деле было безрассудством, поскольку по астропатическим башням гуляли полчища самых черных слухов об их возможностях. Некоторые утверждали, что они умеют выуживать секреты, таящиеся в самых мрачных закоулках психики. Другие, что они могут так промыть мозги любому человеку, что тот сделает все, что им заблагорассудится. Еще кто-то рассказывал, что они обладают способностью добывать сведения из разумов покойников. Подобная трепотня была именно что трепотней. Но Кай действительно не имел четкого представления о том, чем занимаются эти чрезвычайно секретные астротелепаты. Он подозревал, что они связаны со службой безопасности города прозрения, оценивая приходящие в башню сообщения на предмет любого признака, наведенной варпом порчи. Если черные стражи охраняли город на физическом плане, криптоэстезики, по мнению Кая, присматривали за его психической защитой. Он протянул руку и провел пальцами по стене, ощущая специфические зарубки, которые сказали ему, что он находится на правильном этаже и в паре метров от пункта своего назначения. «Это здесь», — сообщил он, — когда они остановились перед ничем не примечательной дверью из шлифованной стали. «Ты не обязан этого делать», — сказала Афина. «Это был просто сон, говорю тебе. Ты знаешь, что в сновидениях может произойти все, что угодно. Особенно в снах телепата. Они не обязаны что-то значить. Кай покачал головой. Да брось! Ты же из Ватиков и знаешь, что это не так. Ты прав, я действительно знаю, что это не так, как и то, что это дверь из разряда тех, которые опасно открывать и потом не просто захлопнуть. Пригласить криптостезика для проверки внутренней структуры твоего разума означает изменить его навсегда. Обнажить для исследования самые мрачные, самые тайные его части. Как только криптостезик влезет тебе в голову, от него не укроется ничего. Мне нечего прятать, заявил Кай. У нас у всех есть, что прятать, ответила Афина. У всех есть то, что хочется сохранить в тайне от остального мира. Поверь мне в этом. Я видела астропатов, которых исследовали криптостезики. И все они кончили тем, что их сослали в полую гору. Ну, она мне и без того уже светит так что хуже от этого стать не может». Афина протянула свою скрюченную руку и взяла его за локоть. «Разумеется, может», — возразила она. «Наставница Сарашина велела мне заняться твоей реабилитацией, но у меня ничего не выйдет, если криптоэстезики превратят твой разум в крошево осколков. Кай, подумай, хорошенько подумай над тем, что ты делаешь». «Уже», — ответил Кай стуча костяшками по шлифованной стали двери. Звук разнесся по коридору издевательским эхом. Кай, затаив дыхание, ждал, когда откроется дверь. Наконец она скользнула, убираясь в стену, и он обнаружил себя лицом к лицу с Эвандером Григора. Глядя на его землистое, изможденное лицо, Кай понял, почему его общество искало так мало людей. Хотя черты криптостезика и были абсолютно заурядными. Вплоть до степени безликих и не запоминающихся. Его взгляд был взвешивающим и пронизывающим, заставив Кая почувствовать себя образцом на препараторском столе. Из шепчущих камней ваша непрерывная трескотня уже через край бьет, а я нуждаюсь в отдыхе, сказал Григора. Зачем вы меня потревожили? Кай был пойман врасплох и на какое-то мгновение потерял дар речи. Комната, которую он увидел за спиной Григора, плохо сочеталась с ординарным лицом ее хозяина. Но криптостезик быстро сместился, заслоняя Астропату обзор. «Я занятый человек, Кай Зулейн, как и все мы в эти времена», — сказал Григора. «Назови мне хотя бы одну причину, по которой я не должен отчитать тебя и выставить за дверь». «Я хочу узнать о когносцинтах», — ответил Кай. И пренебрежение в глазах Криптостезика сменилось настороженным интересом. А как нас цинтах? Зачем? Их давно нет. Кай помедлил и бросил взгляд на Афину, понимая, что пересекает очень опасный рубеж. Он стянул с плеча ткань своих одежд, открывая желто-фиолетовый синяк в форме могучей человеческой руки. Думаю, я с одним встретился, сказал он. Два. На первый взгляд апартаменты Криптостезика напоминали келью новичка. Холодный камень и железо стен, неудобная кровать, шепчущие камни, вставленные в медные гнезда. На этом сходство кончалось. Помещение было гораздо больше по размеру, и его загромождали многочисленные стеллажи, в то время как полки новичка уставали в ожидании личной астропатической библиотеки. Которые накопятся на них с течением времен и по мере приобретения опыта. Григора мог похвастаться впечатляющим собранием, фолианты в кожаных переплетах, информационные стержни и пергаментные свитки теснились на этажерках, с которых чуть ли не сыпались обрывки бумажных листов, звездные карты и рукописные каталоги. По полу было разбросано множество томов о нейрокритике а каждый квадратный сантиметр стен покрывали извилистые узоры, нарисованных мелом кривых, углов и каракулей, которые показались Каю ужасающе знакомыми и в то же время бесконечно незнакомыми. Кай слышал про Эвандра Григора еще в те времена, когда он не уезжал из города прозрения, но у него никогда не возникало нужды с ним встречаться. В настоящий момент Каю хотелось, чтобы так оно и оставалось. «Если желаешь сесть, подвинь какие-нибудь книги», — сказал Григора, сортируя кипу бумаг, хаотично наваленных на ободранной крышке широкого стола из темного дерева. «Это не вам, сударыня Диос, вам беспокоиться незачем». Кай удивился бессердечности Григора, но затем решил, что тот просто был реалистом. Он подвинул груду лежащих на кровати пергаментов, расчищая себе место. Увидев, что их покрывают такие же письмена, как на стене, он вытянул шею, чтобы ее рассмотреть. На первый взгляд узоры выглядели как карты для космической навигации, или как какая-то разновидность атласов звездного неба, или, возможно, как наисложнейшее генеалогическое дерево. Но в подобной интерпретации все символы и пересекающиеся линии выглядели бессмыслицей. «Не труди себя попытками в это вникнуть, Зулейн», — сказал Григора, беря со стола книгу и смахивая с ее обложки слой пыли. «Я пытаюсь почти два столетия, и разгадал только часть». «Что это?» — скользнув к нему, спросила Афина. Ее рука-манипулятор выбивала на посеребренном подлокотнике кресла нервозную дробь. «Прошу вас прекратить это, не Диос, это крайне раздражает» сказал Григора и без паузы продолжил. Я зову это системой, а касаемо того, что это такое, Григора вытащил из-за стола кресло, уселся перед Каем, положив книгу на колени и уставился на символы и линии на стене с видом человека, впервые в жизни увидевшего пейзажи казарского. Я считаю, что это разрозненная карта грядущего апокалипсиса видение будущего, посетившее человечество в незапамятные эпохи и разлетевшееся на миллиарды не связанных между собой осколков, которые вертятся в людских сознаниях вот уже сотни тысяч лет. Я пытаюсь сложить их вместе. В его голосе звучала убежденность фанатика, и Каю стало интересно, какая доля того, что он слышал о криптостезиках, возникла по вине этого человека. И когда же случится этот апокалипсис? Спросил Кай. Время еще есть, я надеюсь. Он происходит сейчас, ответил Григора. Кай едва не рассмеялся, но передумал, увидев серьезное выражение на лице Григора. Вы шутите, да? Спросил Кай. Я никогда не шучу, ответил Григора, и Кай ему поверил. Это касается Хоруса? Спросила Афина. Возможно. Или одного из его братьев но существует масса возможных прочтений, так что я не могу сказать наверняка. Все еще остается слишком много переменных, да и достоверность существенной части того, что мне удалось собрать, мягко говоря, сомнительна. А теперь повторите ко мне, почему вы прервали цикл моего отдыха. «Как нас цинты? сказала Афина, что вы можете нам о них рассказать? Григора откинулся назад в своем кресле и со вздохом покачал головой. «Последний из когносцинтов был уничтожен тысячелетия тому назад», — сказал он. «Зачем вам знания об ископаемом предмете?» Кай помедлил, прежде чем ответить. Хотя в Григора и не было ничего откровенно зловещего, его бесстрастная отчужденность сочилась угрозой бюрократического толка. Он принадлежал к той породе людей, которые способны подписать сотню смертных приговоров, параллельно прося принести им кружку свежего кофеина. Его отрешенно холодные, властные манеры подсказывали Каю, что не стоит терять бдительность и болтать всякие глупости. «Я вам сказал, что встретил одного из них», — ответил Кай. Григора рассмеялся сухим, кашляющим смешком. «Нереально. «Разве вот это выглядит чем-то нереальным?» — спросил Кай, стягивая с плеча одежду и еще раз показывая кровоподтек в форме человеческой руки. Криптостезик отложил свою книгу и обследовал гематому. Она резко выделялась цветом на бледной коже. Григора положил свою руку поверх отметины, и она свободно вписалась в синяк. Он потянулся за рукой Кая и приложил ее к плечу, она тоже оказалась меньше, чем кровоподтек. «Здоровый мужик с крупной рукой», — отметил Григора. «Ты уверен, что не подцапался с одним из черных стражей головко, и тебя не затолкали обратно в келью? Говори правду, я выясню, если ты мне соврешь». «Клянусь, что когда я ложился спать, отметина не было», — ответил Кай. «Я заметил ее на следующее утро, когда одевался. Не могу объяснить, как она там очутилась». Кроме как существованием Псайкера из той породы, что исчезла тысячи лет тому назад, если не больше, сказал Григора. Не слабый такой логический скачок. Хорошо, а как вы это объясните? Спросила Афина. А я не обязан ничего объяснять, сообщил Григора, складывая свои тонкие пальцы в замок у себя на коленях. Это вы ко мне пришли. Я мог бы войти в твой разум, Зулейн, и поискать любой оставшийся след чужого псиприсутствия. Но эта процедура не отличается деликатностью, и она не безболезненна. Ты уверен, что готов к такому неприятному вторжению в свою голову? Мне нужно узнать наверняка, просто ли я спал, или это случилось на самом деле. Конечно же, ты спал, сказал Григора, как будто это все объясняло. Ты видел сон, Зулей, не более того. И как будто нам мало того, что ты вернулся к Олегой, так ты теперь сообщаешь мне, что потерял способность отличить грезу от игры воображения. Это было что-то большее, чем обычный сон, продолжал настаивать Кай. Любой новичок скажет то же самое. Кай не новичок, вступила в разговор Афина. Да ну, рявкнул Григора. Он развернулся к Афине и напустился на нее. Тем не менее, он живет вместе с ними, и как мне дали понять, он больше не может работать с Нунцио. Как не способен ни на одну отправку, ни на прием астротелепатических сообщений. Он годится только для полой горы. Я не прав в каком-то из этих утверждений. По сути дела, да, ответила Афина. Каю предстоит продолжать долгий путь, прежде чем он полностью оправится от произошедшего на Арго. Но его способности возвращаются с каждым днем. Я верну его в транзалы, причем скоро, можете быть в этом уверенным. Когда Афина заговорила в защиту Кая, на него накатила волна признательности. Они были знакомы совсем недолго, и хотя нельзя было сказать, что их первая встреча прошла без сучка и задоринки, им как минимум удалось нащупать общую почву, благодаря полученным обоими травмам. Григора ощутил защитный настрой Афины, и откинулся назад с легкой улыбкой на тонких губах. Криптостезик едва слышно вздохнул, смахнул пушинку с одежды и открыл книгу у себя на коленях. Когнас Цинт — это могущественный псайкер, что и говорить, причем с очень своеобразными ухватками, — сообщил им Григора. Такому было бы тяжело задействовать свои способности на Терри, так чтобы об этом не узнал хотя бы один из операторов города прозрения. «То есть вы мне не верите?» – спросил Кай. «Скажем, я сохраняю здоровую долю скептицизма», – ответил Григора. «Но я пока позволю тебе заблуждаться и расскажу вам о когносцинтах». Три. На расстоянии в половину галактики от Терры, в сверкающей пещере, глубоко под поверхностью райской планеты, которую они звали домом, сошлись двое мужчин. Стены этой подземной полости пели недоступными уху созвучиями. То была музыка мира, пропитанного фоновым мурлыканием латентных псионических энергий, что пузырились в планетарном подсознании. Первый мужчина был гигантом, чья огромная фигура была облачена в белые одежды. Он держал в руках тяжелую книгу в кожаном переплете, с которого свисали маленькие кадильницы и ленты пергамента. Его звали Азиком Ариманом и он был полубогом среди смертных. Человеком такой устрашающей мощи и интеллекта, что лишь многие из величайших умов Терры могли состязаться с ним в смекалке и эрудиции. Его лицо было наклонено вниз, и он пристально смотрел на второго мужчину, который восседал, скрестив ноги на каменном полу точно по центру пещеры. Хотя Ариман и был исполином, но сидящий превосходил размерами даже его. Он тоже был одет в белое, этот необычный индивидуум, чья кожа напоминала шлифованную бронзу, а копна малиново-красных волос походила на гриву разъяренного льва. Учитывая планету и эпоху, тот, кто вбирал в себя свет и энергию пещеры, мог быть только одним человеком. Магнусом Красным, Алым Королем, Примархом Тысячи Сынов и Повелителем Проспера. Те, кто знали Примарха, никогда не описывали его лицо одинаково. Приписывали тот же самый цвет его глазам или высказывали одно и то же мнение о его характере. Магнус был переменчив, как ветер или океанские волны, и ни один из его обликов не повторял другого. Его кожа и отражала, и поглощала свечение кристаллов, которые сверкали в руках сотен треллов, стоящих по периметру пещеры. С ее потолка свисало необычное устройство, которое соединялось с Магнусом, мерцающим потоком тусклого света. По форме оно напоминало гигантский телескоп. Его поверхности были покрыты резными символами, неизвестными за пределами этой планеты. А из платинового обода, охватывающего гигантский зеленый кристалл в его центре, выдавались серебряные лопасти. Магнус медитировал уже две ночи. И еще большее их число он просидел в неподвижности под бронзовым устройством, пока его помощник зачитывал отрывки из книги, непрестанно декламируя формулы, заклинания и численные алгоритмы. Если бы здесь присутствовал кто-то из эрудитов Терры, он прослезился бы от восхитительной сложности и поэтической простоты этих уравнений. Магнус вывел их за десятилетия изысканий и познаний, и они были единственными в своем роде, и про них было известно лишь воинам тысячи сынов. Страницы книги, которую держал Ариман, вмещали огромный запас уникальных знаний, и ее неизмеримая ценность даже не укладывалась в голове. Главный библиарий тысячи сынов ни разу не запнулся по ходу чтения. Он выговаривал каждый сложный звук с таким совершенством, что им остался бы доволен и самый требовательный из капитанов детей императора. Ариман смотрел на Магнуса с сыновьим обожанием, но хотя он и верил в гениальность и мудрость своего примарха, он не мог скрыть, что ему было не по себе, от того, чего они пытались достичь. Магнус не двигался уже четыре дня. Его тонкое тело пересекало затерянные и неизведанные просторы им материума, направляясь на судьбоносную встречу. Магнус всем сердцем стремился донести предупреждение империуму своего отца но своими действиями он насаждал семена его погибели. 4. Григора развернул к ним книгу на своих коленях, и Кай увидел цветную гравюру на две страницы, которая изображала сцену битвы. Однако происходящее на картине не было заурядной вооруженной стычкой. Здесь схватились воюющие друг с другом солдаты Древней Земли. Они вели бой под бушующим, злобным небом, которое раскалывали молнии, а через тучи на нем протискивались гротескные лица. Зловещее солнце заливало картину адским светом, и лица сражающихся искажала не ненависть, но ужас и страх. Саргон Акадский, уврат Урука, произнес Кай, читая подпись под иллюстрацией, не могу сказать, что слышал об этой битве. Неудивительно, откликнулся Григора. Хотя, как я предполагаю, вы слышали о всевоинах. Кай кивнул, а вслед за ним и Афина. Ну, конечно же, вы слышали, иначе вы были бы совсем уж невежественными псайкерами. Честно говоря, об этих глобальных войнах известно мало чего достоверно. Сохранились лишь фрагменты, собранные по летописям, которые уцелели в ходе последствующих зачисток. Мы полагаем, что, как и все воины, они начались из-за амбиций и жадности. Но вскоре стало ясно, что воинственных царей, рывавших друг другу глотки, направляет воля, скрывающихся в тени особ, которые одержимы жаждой власти. Как нас Цинтор, спросил Кай, Григора кивнул, Псайкеры ⁇ редкая мутация. Наверное, лишь один ребенок на миллион рождается с некими скрытыми способностями. Где-то десятая часть этих детей будет обладать силой, которая стоит того, чтобы ей овладеть. Генокод когносцинта встречается еще в сто раз реже. И сейчас я хочу, чтобы вы поняли смысл этой фразы, поскольку это вовсе не преувеличение для красного словца. Когносцинты рождаются значительно реже, чем обычные псайкеры любой разновидности. И то, что на Древней Земле единовременно появилось такое их множество, было настолько уникальным событием, что требует выделения в собственную эпоху с соответствующим названием. Тем не менее, в исторических документах не упоминается ничего подобного, ибо про некоторые эры лучше всего забыть. Каю доводилось слышать отцензуриванную версию летописи разных лет псевоин, но его знания были, мягко говоря, отрывочными. При обучении в городе прозрения этот период истории преподавали поверхностно. Никому и в первую очередь самим псайкерам не хотелось вспоминать времена, когда люди с псионическими способностями едва не уничтожили планету. Со временем выплыло на свет, что огромные государства были просто пешками в руках могущественных особ, которые стравливали между собой народы ради собственного варварского увеселения. Такое было бы не под силу ни одному обычному телепату. На это были способны лишь те, кто обладал уникальным дарованием когносцинтов. Зачем бы кому-то этим заниматься? Григора пожал плечами, но ответил. Зулейн, ты же знаешь о соблазнах, которые несут с собой псионические способности. Несмотря на опасности, каждый астропат приобретает вкус к использованию дарованных ему сил. С того самого мига, как твой разум соприкасается с имматериумом, он ничего больше так не жаждет, как снова причаститься к этому источнику безграничных возможностей. Ты помнишь тот первый раз, когда ты задействовал свои способности?» «Да», — сказал Кай, — «это опьяняло. Сударыня Диос, мой ум мог охватить небеса, и я чувствовала себя так, словно была частью самой ткани Вселенной», — ответила Афина. «Именно. Но сколько бы раз ты не выходил на связь после того первого случая, это уже совсем не то», — продолжил Григора. «Каждый сеанс сопряжен с риском, но ты по доброй воле устремляешь свой разум в царство страшной опасности, просто чтобы почувствовать снова ту самую сладость его энергии. Но никогда не можешь, — сказал Кай. — Да, — подтвердил Григора. — А если ты останавливаешь свои попытки? — У тебя начинается психворь, — закончила Афина. — Твой разум жаждет того, что когда-то имел. Так было со мной, когда меня привезли назад с Феникса подобного. И я не могла пользоваться своими способностями несколько недель. Я бы никогда не хотела пройти через это еще раз. Как нас не утрачивали то первое чувство, сообщил Григора. Всякий раз, когда они соприкасались с варпом, для них все было как впервые. Они распробовали вкус могущества. И при этом, как утверждалось, они были практически неуязвимы для опасностей варпа их не могло коснуться ни одно из созданий им материума и не зная пределов своим силам и амбициям как насцинты стали одержимы идеей господства над простыми людьми они считали что лишь они одни могут управлять судьбами человеческой расы и им было по силам этого добиться до меня доходили слухи об их возможностях но все это казалось чересчур преувеличенным примерно как то, что думает по поводу сил, которыми мы якобы владеем простой народ. «Что бы ты ни слышал, это, скорее всего, правда», — ответил Григора. «Как на сцинту, мало что было не по плечу. В конце концов, если ты можешь контролировать умы людей, ты в состоянии сделать все, что угодно». «Они могли залезть тебе в голову и... что-то изменить?» — спросил Кай. «Они могли залезть тебе в голову и сделать все, что угодно», — повторил Григора. К примеру, мне не удастся вынудить тебя задушить сударыню Диес. С тем же успехом я могу попытаться заставить тебя перерезать острым клинком твое собственное горло. Как я подозреваю, у меня также не получится убедить тебя, что не в благозвучности антисимфонии дадаистов имеется своя красота. И неважно, насколько сильно я буду стараться. У большинства людей врожденное чувство самосохранения и понимания, что правильно, а что нет, Кореняться слишком глубоко, чтобы их можно было преодолеть. Однако агноцинт мог превратить тебя в свою марионетку с той же легкостью, с какой он дышал. Он мог принудить тебя к совершению невообразимо-чудовищных вещей. И ты бы только смеялся по ходу дела. Он мог стереть твои воспоминания, внедрить на их место новые и заставить тебя увидеть то, что ему заблагорассудится. Почувствовать то, что ему захочется. Он мог добраться до всех составляющих твоего разума, которые делают тебя тем, что ты есть. Кай почувствовал, что при мысли о таком агрессивном использовании пси-способностей у него по коже забегали мурашки. Неудивительно, что нашу породу боятся, сказал он. Нашу породу боялись всегда, даже до пси-воин, ответил Григора. Так устроены люди. Они страшатся того, чего не понимают, и пытаются это поработить. Последствия псевоин послужили этому прекрасным извинением. И вот мы уже прикованы к унылому железному городу посреди величественной крепости, которую когда-либо увидит этот мир. «Как кончились эти войны?» – спросила Афина. Легенды рассказывают о появлении великого воина с золотыми глазами, единственного человека, чья воля была достаточно сильной, чтобы сопротивляться воздействию когносцинтов. Он объединил армии немногих оставшихся царств и подготовил их костяк в виде небывалых бойцов, которые были сильнее, быстрее и выносливее, чем солдаты любого великого войска древности. Они штурмовали цитадели когносцинтов одну за другой, сидя на спинах серебристых летательных аппаратов огромных размеров. Даже самые могущественные когносцинты не могли возобладать над златоглазым мужчиной, и всякий раз, когда он сражал одного из этих дьявольских псайкеров, порабощенные тем армии освобождались и охотно присоединялись к силам великого воина. Это заняло еще 30 лет, но в итоге его армии повергли последнего когносцинта, и люди планеты снова обрели свободу. «А что стало с воином?» – спросил Кай. «Никто не знает наверняка. Некоторые легенды утверждают, что он погиб в битве с последним когносцинтом, другие что он пытался сам захватить власть и был убит своими же солдатами григора помолчал морщинка украя его губ сказала каю что он улыбается ужимка была неприятной как смертный оскал трупа некоторые даже утверждают что этот воин все еще живет среди нас в ожидании дня когда как насцинты вернут себе власть но вы в это не верите спросила афина нет конечно же нет Представить, что подобное существо может дожить до нынешнего дня, это чепуха для детских байк или глупых поэтов-сказителей. Нет, даже если этот воин и существовал на самом деле, как доносят до нас легенды, он давно уже стал прахом и костьми. «Досадно», — сказал Кай, — «сейчас Империуму пригодился бы кто-нибудь вроде него». «И впрямь», — согласился Григора, а теперь, когда ты осознал истинные пределы возможностей когносцинтов, поведай ко мне ключевые моменты твоей так называемой встречи с одним из них. И тогда Кай провел Григора через все стадии своего сновидения. Пустая земля, безлюдная крепость и удивительные звуки и запахи далекой страны, возникшие прямо из воздуха. Он говорил о режущей глаз голубизне озера и о слепящем красном оке солнца, чьи лучи били в пески пустыни, словно пылающие молоты. Кай завершил свою повесть рассказом о призрачной фигуре, которая перемещалась по пустым залам Арзашкуна с непринужденностью хорошо знакомого с ними человека. Кай описал сидящему напротив него Григора свою встречу с этим мужчиной, его незримое соседство и мощную хватку, в которой он держал его плечо. Он передал все, что тот сказал, и закончил свое повествование еще одной демонстрацией, отметенной на плече. Криптестезик облизал губы, и Каю пришлось постараться, чтобы издержать гримасу отвращения. Движение вызвало ассоциации с ящерицей, предвкушающей свежую пищу. Несмотря на это, в позе Григора читалась напряженность, которой не было, когда они появились в его апартаментах. Хоть в это и трудно было поверить, но Каю показалось, что криптостезик обеспокоен. «Расскажи мне еще раз о солнце», — потребовал Григора. «Говори четко и ясно, как оно выглядело, какие чувства у тебя возникли, какие образы ты использовал, чтобы его себе описать, метафоры и впечатления. Расскажи мне о них и ничего не добавляй и не приукрашивай, только то, каким ты его увидел». Кай мысленно вернулся к моменту, предшествующему появлению за его спиной закутанного в одежды человека. «Я помню колышущийся жар пустыни, привкус соли в воздухе и зыбкий горизонт. Солнце было красным, насыщенно красным, и казалось, что оно смотрит вниз на мир, как гигантский глаз. «Красное око!» — прошептал Григора. «Трон! Он уже почти здесь!» «Кто?» — спросила Афина. «Кто почти здесь?» «Алый король», — ответил Григора, глядя мимо Кая на невероятно сложный узор, набросанный на стене за его спиной. «Сарашина! О нет! Это происходит сейчас! Это происходит прямо сейчас!» 5. Глубоко под поверхностью родной планеты расы, которая ныне задавала тон в галактике, метя на роль ее повелителя, бурлил активностью в вибрирующий зал. Сотни метров в высоту и километров в ширину он был наполнен гулом аппаратуры и едкой вонью озона. Когда-то он служил имперской темницей, но эта функция давным-давно уступила место другой задаче. Всю площадь зала усеивали огромные машины, невероятные по своей мощи и сложности. Здесь были как огромные запасы серийных моделей, так и изделия, произведенные в единичном экземпляре разобраться в которых не смог бы и одареннейший из адептов механику. Пещера создавала ощущение лаборатории, принадлежащей самому блестящему ученому из всех, что когда-либо видел мир. Ее вид навевал мысли о великих свершениях, о потенциале, который еще только предстоит использовать, и о мечтаниях, которые стоят на грани воплощения в реальность. Один конец зала занимали огромные золотые врата, подобные входу в величественнейшую из крепостей. Их механизированные двери покрывали резные символы огромных размеров. Обнявшиеся близнецы, устрашающий кентавр-стрелец, вставший на дыбы лев, весы правосудия и множество других образов. Через мириады проходов передвигались тысячи техноадептов, сервиторов и логов-исчислителей, словно кровяные тельца, перемещающиеся по живому организму, неся службы его сердцу, в качестве которого выступал огромный золотой трон, возвышающийся в десяти метрах над полом. Громоздкий и похожий на машину, он соединялся с наглухо запечатанным огромным порталом на противоположном конце помещения джунглями извивающихся кабелей. О том, что лежит за этими дверями, знало лишь одно существо то была личность высочайшего интеллекта, чья сила воображения и изобретательность не имели себе равных. Он сидел на исполинском троне, одетый в золотую броню, и направлял всю свою интеллектуальную мощь на координацию очередной стадии своего беспримерного проекта. Это был тот, кого звали императором, и никак по-другому. Хотя многие в этом зале и знали его настолько долго, что это время исчислялось многими сроками человеческой жизни, никакой другой титул, никакое другое имя не смогли бы воздать должное такой сверхъестественной личности. Окруженный своими самыми элитными гвардейцами и ассасинами из круга своих самых доверенных лиц, император сидел и выжидал. Когда началась катастрофа, все произошло стремительно. Золотые врата засветились изнутри, словно металл прожигало, какое-то невообразимое пекло, бывшее по ту сторону дверей. Огромные орудийные установки, смонтированные по периметру пещеры, развернулись, раскручивая блоки стволов, чтобы открыть огонь. Начали вспыхивать прибора за прибором. Это перегружались и взрывались высокочувствительные, уникальные электронные схемы. Адепты бросились прочь от места, где происходил прорыв. Они не имели понятия, что находилось снаружи, но им хватило благоразумия, чтобы удариться в бегство. Из расплавленных врат посыпались потрескивающие энергетические разряды, сдирая плоть с оказавшихся слишком близко людей до самых костей. Замысловатые символы, вырезанные на камне пещеры, исчезли в визге взрывов. Все источники освещения зафонтанировали искрами и погасли. Плоды немыслимых, невообразимых трудов, на которые ушли столетия, были загублены в мгновение ока. Как только прозвучал первый сигнал тревоги, гвардейцы Легио Кустодис пришли в боевую готовность. Но, несмотря на все свое обучение, они не были подготовлены к тому, что произошло дальше. Через врата начал продавливаться силуэт, массивный, красный, объятый пламенем своей движущей силы. Он вышел в пещеру, окутанный сверхъестественным огнем, который стек с него, являя существо, образованное из многогранников света и звездного вещества. Его сияние ослепляло, и на его многочисленные глаза невозможно было смотреть, не ощущая всей ничтожности своего собственного бренного бытия. Еще никто и никогда не видел такой повергающий в ужас диковины. То была душа, истинное сердце существа столь могучего, что оно могло биться лишь в оболочке искусственно сконструированной сверхплоти. И лишь император узнал этого иступленного ангела, и увидеть его здесь было для него, что нож в сердце. «Магнус!» — произнес он. «Отец!» — ответил Магнус. Их разумы соприкоснулись. И в этот застывший миг галактика изменилась навсегда. 8. Лишь убери законы подчинения. Завеса прорвана. Грезы о красном зале. 1. Для Аникса Рашиной день не задался с самого начала. Она проснулась на рассвете. Обрывки сновидения, которые ей не удавалось вспомнить, еще держались в голове наполняя ее внутренности тошнотворными спазмами боли. Ее мутило примерно так же, как на борту космического корабля, прямо перед совершением перехода, только более настойчиво. Беспокойство вызывал и тот факт, что ей не удалось воскресить в памяти свой сон. Начальница Ватиков должна помнить все свои видения с абсолютной точностью, ибо кто знает, какие намеки на грядущие события в них содержатся. Остаток утра прошел в дымке отупения. Ее второе зрение лишилось своей остроты, как будто до этого она пила запоем или принимала раскрепощающие разум наркотики на пару снема, но она вот уже несколько дней не употребляла ничего крепче кофеина, и поэтому то, что она ощущала себя такой развалиной, казалось ей вдвойне несправедливым. Впервые с тех пор, как Аник Сарашина заняла свое место в рядах телепатика, она чувствовала, что ей по-настоящему не хватает ее глаз. Мучимая давящим чувством клаустрофобии, она провела утро, усваивая последние срочные сообщения, проходящие через город прозрения. Резня в зоне высадки, название у многих уже входило в привычку, застала вооруженные силы Империума врасплох и они все еще не могли перехватить инициативу. Экспедиционные флотилии легионов и армейские группировки пытались реорганизовать свои боевые порядки и разобраться, где друзья, а где враги. О войсках, которые были преданы на Истване-5, не было известно почти ничего. О гвардии Ворона не поступало ни единой весточки, что придавало вес слухам, безответственно распущенным прозревателями Р которые утверждали, что примарх Коракс и его легион были полностью уничтожены. Предполагалось, что сыства на пять удалось спастись нескольким разрозненным подразделениям саламандов. Но об этом было известно из сообщений, которые пришли в лучшем случае из третьих рук. Судьба примарха вулкана оставалась неизвестной, но многие опасались, что он тоже погиб. От железных рук не осталось почти ничего. После смерти примарха их разбитые подразделения разметало по всем ветрам. Несмотря на всю полноту предательства, с Арашиной все еще было тяжело смириться с мыслью, что примарх может умереть. Известие об измене Хоруса Луперкаля было шокирующим уже само по себе, но последовавшие за ним события громоздили одну немыслимую вещь на другую. Так что сейчас уже можно было поверить во все что угодно. Эмиссары, которых посылал в шепчущую башню Рогал Дорн, требовали ответов. Но Хармейстер мог дать им мало чего конкретного. Флотилии предателей перекрыли пути побега с пятой планеты, и система Истван, по сути, молчала так же глухо, как необитаемая Луна. В нее ничего не входило, и из нее ничего не выходило. Никакой информации и уж определенно никаких воинов-лоялистов. Хуже того, разгром на Истване-5 побудил множество малодушных планет и систем по всему Империуму открыто объявить о поддержке воителя. Боль от предательства и шок непонимания парализовали реакцию Империума на эту вопиющую измену. В то время как решительные действия были нужны как никогда. А потом лучик надежды. Сообщение с самых границ системы Истван искаженная и обрывочная, но имеющая при себе все коды синестетических соощущений восьмого легиона – Саламанда. Сарашина немедленно поспешила в самый большой транс шепчущей башни. Абир Ибн Хальдун уже был на месте в окружении хора Примус. Зал освещался лишь мягким свечением притушенных люмов. Его кессонированные стены, одетые в железо, равнодушно внимали к сионическому белому шуму, который наполнял помещение. Две тысячи астропатов Хора Примус полулежали в своих удерживающих устройствах, и каждый из них изо всех сил пытался вычленить суть послания, прилетевшего с окраин системы Истван. В центре зала Абир Ибн Хальдун сражался с запутанными аллегориями и загадочными символами, которые пересылали ему харисты. Сарашина ненадолго присоединилась к его разуму, но ей не удалось найти смысл в увиденных там образах. Горный дракон, пьющий из золотистого озера, орхидея, появляющаяся из трещины в обсидиановой равнине, которая тянется на тысячи километров во всех направлениях, пылающий меч, неподвижно висящий над миром, который полностью лишен жизни и географических особенностей. Близнецы, объединенные единой душой, но рвущиеся в разных направлениях. Что означало хоть что-то из этого? Хор Примус состоял из сильнейших псайкеров второго ранга, из числа приписанных к шепчущей башне. И, как правило, для него не составляло труда интерпретировать сообщения, отосланные с другого края галактики. Но то, что они передавали Ибн Хальдуну сейчас, не имело смысла. В ее голове раздался голос, интеллигентный и необыкновенно певучий. «Должен признаться, наставница Сарашина, я в полном замешательстве». «Как и я, Абир», — ответила она. «Выглядит так, словно астропат совсем сошел с ума. Такое вполне возможно. Кто знает, через что они прошли, чтобы отправить нам это сообщение». Ей в голову пришла еще одна мысль. А могло случиться так, что поступившее сообщение было перехвачено по дороге к нам. Это возможно, но в большинстве случаев такое вмешательство бросается в глаза. В данном сообщении подобного искажения нет. Что бы ни извращало это послание, думаю, что оно находится здесь, на Терри. Но у меня нет никаких предположений, чем оно может быть. Продолжай свои попытки. Лорд Дорн ожидает от нас прогресса. Сарашина разорвала контакт с Ибн Хальдуном. Ему нужна будет абсолютная сосредоточенность, чтобы добраться до сути сообщения. Сообщения подтверждали, что они исходили от Астропата Саламандр. Но за исключением его личности, все остальное содержание послания было бессмыслицей. Она вздохнула, чувствуя, как в лобных пазухах начинает зарождаться пульсирующая головная боль. Мигрени не были каким-то необычным делом для астропатов, особенно во время трудоемких сеансов связи, но она уже чувствовала, что этот приступ будет жестоким. Ее самого утра не отпускало слабое болезненное ощущение, словно на заднем плане ее сознания назойливо зудела отчаявшееся насекомое, запертое в стеклянной банке. Она не была единственной, кто это чувствовал. Вся башня была как на иголках, и не только переработавшие астропаты. Даже черные стражи вели себя дергано, как будто подспудное воздействие изнуренных псайкеров каким-то образом проникало через пси и кронировку их шлемов и приумножало их агрессию. В воздухе висело ощущение затянувшегося мгновения перед битвой. Когда за миг до того, как одиночный выстрел дает сигнал к смертоубийству, напряжение взлетает до непереносимого уровня. Несмотря на долгожданные новости о вышедшем на связь легионе лоялистов, Сарашина не могла избавиться от ощущения, что они были предвестниками чего-то настолько страшного, что ее разум будет не в состоянии это постичь. Она понимала, что драматизирует. В конце концов... Ватики предвидели бы любое сообщение подобного масштаба. Прорицание будущего не было абсолютно точной дисциплиной. Но разве что-то настолько плохое, как то, чего она боялась, смогло бы избежать внимания ее наблюдателей? Больше всего ее пугало то, что она не знала ответ на этот вопрос. Сарашина ощутила на своей верхней губе какую-то влагу. Она коснулась кожи, и кончики ее пальцев стали липкими. Из ее носа ручьем текла кровь. И Сарашина испустила негромкий стон, почувствовав на губах ее вкус. «О нет!» – прошептала она, когда неуклонно усиливающаяся мигрень вспыхнула яркой, горячей спицей боли, пронзившей лобные доли ее мозга. Второе зрение Сарашина изозбоило, как идущий помехами пиктор, который поднесли чересчур близко к мощному магниту и она пошатнулась, когда ее чувство равновесия дало сбой. Мир безумным образом накренился, и она рухнула на мозаичный пол. В транзал хлынула необъятная волна псионической энергии. 2. Катастрофа, вызванная появлением Алого Короля и нарушением мощной охранной системы подземных золотых врат, раскатилась по горам, как взрывная волна от детонации атомной бомбы. Цунами псионической энергии, с ревом рванувшаяся вверх из недр дворца, зацепило сознание всех и каждого человека на поверхности земного шара. Ударная волна поколебала само основание гор, и от ее мощи сотряслись позолоченные башни дворца, а с постаментов посыпались бесценные, уникальные скульптуры. Безумие, страх и паника, и без того висевшие над дворцом, бурно воспряли к жизни, как новая волна чумной эпидемии. Аравы безумцев, вооруженных дубинами и обломками кирпичей, осаждали дворцы и схлестывались с другими такими же сборищами. И ни один человек не мог толком объяснить причин. По мощенным мрамором проспектам и процессиональным дорогам струилась кровь. По освещенным галереям кралось сумасшествие. По всей территории крыши мира правило бал помешательства. Но все кончилось так же быстро, как и началось. Сбившиеся в толпы люди осознали безумие своих поступков и виновато скрылись с глаз долой, чтобы зализывать свои раны, лелеять новоприобретенные обиды и прятаться от мести. Псионическая ударная волна спустилась с высоких вершин дворца и за несколько минут распространилась по всему земному шару, как яростно рвущаяся вперед чума. Тех, кто находился на темной стороне планеты, измучили кошмары, подобных которым не видели в самых жутких ночей древней ночи. Генетическая память о тех ужасающих временах безумия хлынула в сознание спящих по всему миру, неся им грезы об утопающих в крови мегаполисах, уничтожении целых планет и порабощении народов. Население целых городов Терры просыпалось с криками и миллионы умерли от собственной руки, поскольку их умы помутились перед лицом такого психического насилия. Другие пробудились с функционально изменившимися сознаниями, став совершенно новыми личностями. Отцы, жены и дети больше не помнили друг друга из-за уничтоженных или переформированных нейронных связей, так что от целых семей не осталось и следа. В местностях, где барьер между царством реальности и варпом был и без того тонким, рыскали воплощенные в жизнь сны и кошмары. С гор спускались черные волки с пылающими огнями вместо глаз. Они опустошали целые поселения, и их не могло поразить никакое оружие. Целые города лишились своего населения, которое целиком поглотили катастрофические протечки энергии варпа не оставившие после себя ничего, кроме жутких в своей пустоте зданий. От гордыни Магнуса пострадали люди по всему земному шару, но нигде не почувствовали ударную волну его возвращения так сильно, как в городе прозрения. 3. Когда зал затопило колоссальным количеством неоформленной и необузданной псионической энергии, Сарашина отключила разум от своего сверхъестественного восприятия и торопливо соорудила пси-защиту. Помещение напоминало перегруженный плазменный реактор за мгновение до того, как выйдет из строя его система охлаждения. Сарашина чувствовала, как бушует над горами псионическое цунами, порожденное кошмарным извержением энергии Варпа из самого сердца дворца. Несмотря на то, что в распоряжении Сарашины остались лишь самые примитивные из ее сверхъестественных способностей, она ощутила, как неистовая волна энергии и материума, попавшая в ловушку транзала, находит себе пути отсюда, через астропатов Хора Примус. Пять сотен харистов умерли в одно мгновение. Всплеск высококонцентрированной энергии оставил от их разумов обугленные головешки. Хор Примус визжал в унисон. Каждый из его хористов бился в агонии медленной, жестокой смерти. Астропаты стенали, как раненые животные, в полном осознании того, что их мозги выжигаются из их черепов. Кора, отвечающая за высшие нервные функции, выгорала до тех пор, пока автономная нервная система не обезумела окончательно и тела не забились в конвульсиях, ломая собственные конечности и позвоночники, и дробя черепа. Люди в самом буквальном смысле расшибались в лепешку. Ментальная защита Сарашиной была одной из сильнейших в городе прозрения, но даже ей приходилось напрягаться, чтобы сдерживать натиск этой непонятной атаки. Ее многослойные щиты напоминали дамбу, о которую бились гонимые ураганом волны. Сарашина стонала от терзающих ее живот спазмов боли. Когда варп-двигатели космического корабля прорывают барьер между реальностями, каждый псайкер в радиусе 10 световых лет ощущает некоторый дискомфорт. Сейчас Сарашина чувствовала себя так, словно ее приковали цепями в дьявольских недрах варп-двигателя. Боль была сильной, характерной для варп-перехода, но для нее не было никаких оснований. Складывалось ощущение, что сама Терра готовится занырнуть в нематериальный хаос варпа. Мысль была нелепой, но она засела в голове, как заноза в нежной коже. В тот миг, когда она оформилась окончательно, Сарашина почувствовала острую тошноту в желудке. Она вскрикнула и схватилась за живот. Из ее рта волной едкой рвоты выплеснулась горячая желчь и полупереваренные остатки вчерашней пищи, перехваченной в торопях поздним вечером. Вокруг нее бушевал водоворот псионической энергии, чья неистовая, стихийная ярость уничтожила умы и тела Хора Примус. Огоньки их жизни тухли один за другим, с такой же легкостью, как человек может задувать свечи в зале скорби. Но смерть Хора не была легкой, и она не была тихой. Сарашина пыталась отключиться от воплей окружающих ее астропатов, но их предсмертный крик был таким слитным, что эта задача превращалась в невыполнимый подвиг. Умирающие воспоминания, недожитые жизни и ужас осознания, что все, чем ты был, уничтожается медленно и мучительно. Жуть от ощущения, что твой мозг разбирают по винтику, и страшное понимание того, что не в твоих силах это остановить. Любая защита, что ты мог этому противопоставить безрезультатно. Любая мантра из тех, что тебя обучили, чтобы оградить от таких атак бесполезно. Сарашина прочувствовала происходящее во всей его полноте. Каждую эмоцию, каждый всплеск ужаса, чувство потери и отчаяния до самой последней капли. Они текли сквозь нее потоком, пропитывая страданием каждую клетку ее тела. И при всем при том, умирающие харисты исполняли свой последний долг. Бушующая пси-энергия убийственной концентрации на кратчайший миг вознесла их способности до невообразимых высот, превратив их на одно последнее блистательное мгновение величайших астропатов в истории галактики. Уже мертвые или еще умирающие, они потянулись к глубинам кладезя беспредельного знания, что содержал в себе варп как это делают безумцы и пророки, к образам событий, которые уже случились или еще только произойдут, к той сокровищнице, которую радикально настроенные адепты Марса пытались поставить себе на службу техническими методами, и которую Хор Примус взломал при помощи той самой энергии, которая несла ему смерть. Это пьянило и ошеломляло, завораживало и убивало. Сообщение о Саламандр было полностью уничтожено. Песни хора испепелила Абира Ибн Хальдуна громовым ударом псиразряда. Хор Примус на последнем вздохе вычленил огромное количество непостижимой энергии и спрессовал ее в псионическую сингулярность, которая вспыхнула от предсмертного крика Ибн Хальдуна и запылала в центре зала с силой тысячи солнц. Невозможные цвета, свет, невиданный с самого зарождения вселенной и знание обо всем на свете висело посреди помещения, застывшей вспышкой излучения нейтронной звезды. Ее сияющую красоту увидели бы даже лишенные псионических способностей. Исхитрись они каким-то образом пережить исходную взрывную волну энергии и материума. Последние еще живые харисты завизжали, и из их черепов забили световые гейзеры. Они несли с собой завывающих чудовищ и кошмарных уродов, которые прокладывали себе дорогу в вещественную вселенную через живые тела вместилища. Большинство этих бесформенных отродий зачахло во враждебных условиях материального мира. Но были и те, кто пожрал мерцающие останки своих умирающих собратьев и стал сильнее. Они сбивались в грязные ошметки порочного света, в то время как сарашина поднималась с пола, вытирая с подбородка потеки желчи и рвоты. По всему городу прозрения звучали клаксоны и звон набата. Где-то по соседству раздавались выстрелы. Этот транзал явно не был единственным местом шепчущей башни, пострадавшим из-за разрывов ткани реальности. Порождения варпа спускались с верхних уровней транзала, окружая сияющую неправдоподобным светом сферу, которая висела в том месте, где когда-то располагался Абир ибн Хальдун. Они напоминали усталых путешественников, собирающихся вокруг костра, чтобы приготовить пищу. Ни одно из них не представляло угрозы для Сарашины. Они были слишком нематериальными и слабыми, чтобы ей навредить. Но их присутствие привлечет черных стражей. Она уже слышала, как солдаты сбивают запоры запечатанного транзала, но проигнорировала эти звуки. Ее внимание было прочно приковано к зыбкому, искрящемуся свечению в центре комнаты. Оно кружилось, словно шар из прозрачных, сияющих самоцветов, белых и голубых, зеленых и красных, и всех остальных возможных оттенков. Переменчивое и нематериальное, оно казалось плотным, как черная дыра, и в то же время недолговечным, как туман. Сарашина слушала обольстительную песнь его грандиозной мощи и чувствовала, как ее тянет к нему, как птиц-падальщиков к порченному мясу. Эти образы встревожили ее, поскольку они были созданы не ее воображением, а пришли из недр этой спрессованной энергии. Сарашина была счастливицей, никогда не испытывавшей на себе вызванной психворью боли, но перед лицом такой мощи ее ум загорелся желанием новичка лишившегося своих способностей. Она жаждала ее всей своей сущностью и с каждым новым шагом понимала все отчетливее, что не сможет устоять перед ее невероятным потенциалом. Свечение плавало в воздухе перед Сарашиной. Порождения варпа расступились перед ней, как кулисы на постановке в театрика Империалис. Она ощущала животный голод тварей, их слепое желание выкачать из нее саму ее сущность. Одно усилие мыслей, и они отпрянули от нее, как побитые собаки. За спиной Сарашины раздался грохот взрыва. Но она не замечала ничего, кроме удивительного света перед собой. Они обещали столь многое, эти врата в царство безграничных возможностей. Истину, знание, могущество. Предвидческий аспект дарований Сарашиной видел возможность узнать ход грядущих событий с абсолютной ясностью. Владея этими сведениями, она будет способна предупреждать армии императора и содействовать подавлению мятежа хоруса Луперкаля. Она может с два счета узнать будущее всего на свете. Одно единственное прикосновение вот и все, что для этого требуется. И все-таки она медлила, зная на каком-то главном, сознательном уровне, что ничто из варпа не заслуживает доверия. Психворь терзающая живот усиливалась. Омерзительные ошметки варп жизни обвивались вокруг нее лентами призрачного света. Неважно, какие предупреждения выкрикивало ее сознание, но она должна была прикоснуться к этой мощи, просто чтобы на одно мимолетное мгновение ощутить жар, пылающий в самом сердце мироздания. Сарашина протянула руки и притронулась трясущимися пальцами к первозданной энергии варпа и зашлась в крики, увидев красный зал во всем его безграничном ужасе. 9. Стражи. Куда ты не полезешь? Сатурналия. 1. Эвандер Григора тащил за собой Кая, как ребенка, сквозь царящий в шепчущей башне хаос. Отзвуки, звуки и запахи арго возвращались с болезненной отчетливостью. И Кай ковылял через эту кровавую дымку ужаса, почти парализованный душившим его страхом. Они уже давно как оставили Афину позади, спеша вперед по низким коридорам и узким тоннелям, которые, судя по всему, проектировали с расчетом на дистрофических лилипутов. Криптостезик знал башню как свои пять пальцев и избегал общеизвестных маршрутов и исходящих криков транзалов. По всему городу Астропатов резонировала и бушевала псионическая ударная волна. Кай совершенно не представлял себе, что же такое произошло, но его инстинкт самосохранения изо всех сил умолял его заняться поисками убежища. В воздухе не затихали вопли, и шепчущие камни разносили их по внутренним помещениям башни, словно жуткие тайны. Били в набат, и за злыми выкриками черных стражей незамедлительно следовало рявканье выстрелов. «Трон!» — завопил Григора. «Шевели ногами, Зулейн!» «Я не могу!» — прорыдал Кай. «Мне не пройти через это снова!» Григора остановился и ударил Кая по лицу тыльной стороной руки, Удар был сильным и стремительным, и пощечина прозвучала, как треск ломающегося дерева. Кай отшатнулся и упал на пол, как побитый раб. Под его носом мешались кровь и сопли. «Поднимайся, будь ты трижды проклят!» — велел Григора. «Зачем?» — просипел Кай. «Мы все здесь умрем. Демоны идут внутрь, и они убьют всех до единого. Мне не выжить во второй раз!» Григора вздернул его на ноги. Его лицо, прежде равнодушное и ничем не примечательное, сейчас перекосилось от бешенства. «Я сказал встать! Это система! Поднимайся или клянусь честью, что я лично передам тебя Максиму Головко и посмеюсь, когда он пустит пулю тебе в голову!» Кай утер рукавом окровавленный нос, лишь частично понимая, о чем ведет речь Григора. «Зачем я вам нужен?» — спросил он. «Я не знаю», — признался Григора, Хотелось бы, чтобы было наоборот, но это то, что я искал всю свою жизнь. Ты уже имеешь поверхностное знакомство с частью системы, и ты поможешь мне в ней разобраться. Осознал? Нет, ни капли не понял. Григора пожал плечами. Мне плевать, сказал он. Ты в любом случае идешь со мной. Он схватил Кая за шиворот, придавая ему импульс вдоль обрамленного в железо коридора который, судя по его виду, проходил между одним из транзалов и секцией о нейрокритике Альчера Мунди. Шепчущие камни сочились мыслями о насилии и убийствах, пытках и дегенерации. Кай изо всех сил старался не допустить их в голову. Именно такие мысли превратили команду Арго в безнравственных извергов, каннибалов и осквернителей трупов. Кай выжил лишь благодаря тому, что заперся в собственной каюте, которую могли открыть только капитан и его адъютант. Они умерли первыми, когда схлопнулись защитные экраны. И несмотря на то, что дьявольские отродья скреблись в жилище Астропата, ни одно из них не смогло до него добраться. Хотя чудовищам и обезумевшему экипажу не удалось вытащить Кая из убежища, он не мог отгородить свой разум от тех кошмарных порождений, что пожрали их человеческую суть. Он слышал каждый крик, сопровождавший их жестокие оргии, и познал вкус омерзительных вожделений тварей, вызванных к жизни кровавыми убийствами. На борту Арго у него было где укрыться. Здесь же он был ужасно уязвимым. Как он вообще сможет это пережить? Он слепо следовал за Григора, который тащил его за собой, не имея ни малейшего представления ни о том, куда они направляются, ни о том, что произошло с башней. На них напали, силы Хоруса Луперкаля уже достигли Терры и начали свое вторжение с того, что вывели из строя телепатика. «Во имя Императора, что происходит?» — выкрикнул он. Григора не ответил, Кай увидел, как он нагнулся, чтобы провести пальцами по зарубкам указателей на ближайшей к нему стене. «Вы хотя бы знаете, где мы?» «Конечно знаю!» — рявкнул Григора. «Мы в сливных каналах под триконом. где «Где-где?» «В сливных каналах», — повторил Григора, водя рукой по противоположной стене. «Шепчущие камни собирают избыточные энергии сеансов и отводят их вниз, к залам-уловителям под основанием башни. Как же иначе, по-твоему, мы рассеиваем псионическую энергию? Я не знал, что нам это нужно, сказал Кай. Тогда ты еще больше идиот, чем кажешься. Несмотря на неприязнь Григора, Кай не собирался отцепляться от своего единственного якоря надежды в его лице, среди этого водоворота, выпущенных на волю ужасов. До сих пор они не видели ничего, помимо бегущих стражей. Но зыбкие образы разбухших тел усыпанных мухами трупов и лиц с ободранной кожей. Проходящие чередой через задний мозг астропата свидетельствовали о том, что шепчущая башня превратилась в место, не уступающее арго в своей кошмарности. По каналу раскатилось эхо выстрелов, за которым последовал взрыв и глухой кашель гранатомета. До Кая долетели крики, усиленные акустикой узкого тоннеля. Но он не мог сказать с уверенностью, Действительно ли он слышал, или же они были переданы в его разум шепчущими камнями? Что тут происходит? спросил Кай. Магнус здесь, сказал Григора. Примарх Магнус? Конечно, примарх Магнус. Кто же еще сможет выпустить на волю такую псионическую мощь? Как он может быть на Перри? Он же через полгалактики отсюда. Я не знаю как, но Магнус красный здесь. И у тебя даже не хватит воображения представить, какие силы были высвобождены его появлением. Так это нападение?» Григора помедлил, обдумывая вопрос. «Не намеренное. Я не верю, что Магнус нас предал. По крайней мере, умышленно. Но он действовал с такой самонадеянностью, что этому поступку не будет прощения. У императора не будет другого выбора, кроме как преподать ему урок. Что это значит? Ты знаешь, что это значит. «Нет, не знаю», — сказал Кай. «Скажи мне». «Это значит, что волков снова спустят с поводка». Кай поежился. Он не был уверен, что понял, о чем толкует Григора. Но на каком-то глубинном уровне знал, что продолжать расспросы неблагоразумно. «Когда мы были в ваших апартаментах, вы назвали имя наставницы Сарашины», — сказал он. «Она в опасности». «Самого наихудшего рода», — подтвердил Григора наконец-то обнаруживая указатель, который он разыскивал на стенах. В настоящий момент Варп дает ей именно того, чего она хочет. Проклятие, я должен был это понять. Дева и Великое Око. Правда и будущее. Все соединилось вместе. Седая лисица, глашатая окончательной истины. Теперь все это обретает смысл. Речь Григора перешла в несвязное бормотание. Бесформенные фразы, навеянные его безумными изысканиями, слетали с его губ, напоминая поток сознания сумасшедшего. Ни одна не имела никакого смысла, но его не было и у всего происходящего. А кому, как не безумцу, лучше всего осмысливать безумие? Я не понимаю, о чем вы говорите, но если наставница Сарашина в опасности, то мы должны ей помочь. Григора кивнул. Если еще не слишком поздно. 2. Кай и Григора вышли из сливных каналов в одной из основных узловых комнат у основания башни. Вспыхивали желтым светом люмы предупредительной сигнализации. У входа в одну из библиотек лежало несколько трупов, сложенных штабелем наподобие дров. Кая замутила от вони крови и острого химического запаха, сопутствующего лазерным выстрелам. Несколько отделений черных стражей, выстроившись в шеренгу, поливали внутренности библиотеки потоками жесткого излучения. Еще одна группа трудилась над дверью в транзал хора «Примус», вставляя взрыватели в мелтозаряды. Позади команды подоровников нетерпеливо рассказывал Максим Головко, похожий на запертого в клетку хищника. Он был единственным из черных стражей, кто не надел шлем, что было откровенно оскорбительным выпадом в адрес псайкеров шепчущей башни. «Я вас не боюсь и не нуждаюсь в защите от вас», — как бы говорил он этим поступком. Несколько черных стражей, действуя с исключительной четкостью и скоростью, развернулись лицом к появившимся из канала и навели на них винтовки. «Стойте!» — выкрикнул Григора. «Протокол криптостезия. Черные стражи опустили оружие, и Головко зашагал к остропатам через их ряды. В библиотеку продолжали лететь выстрелы. Генерал-майор был бледным от бешенства, но Кай ощущал, что он в то же время испытывает огромное удовольствие от выполнения возложенных на него обязанностей ликвидатора. Я мог бы и сообразить, что вас принесет в самое пекло, сказал Головко. Сарашина внутри? спросил Григора протискиваясь мимо начальника черных стражей. «С хором примус!» — ответил Головко. «Вы знаете, что случилось?» «У меня есть подозрения, но нам некогда их обсуждать. Мы должны вскрыть эту дверь прямо сейчас!» Раздался взрыв, и из библиотеки вырвалось удушливое облако пыли, щепок и бумажной трухи. От стен отразился завывающий крик чего-то чудовищного. Шепчущие камни разлетелись в дребезги, издав хлопки, похожие на звук бьющегося стекла. И Кай ощутил, что его захлестывает кровожадная ярость. Он ощерил зубы и стиснул кулаки, но все прошло, как только Григора коснулся его плеча. Кай ощутил, как из него утекает злоба, и проморгался от кровавой пелены, застилавшей глаза. Григора, не отнимая руки от плеча Астропата, прижал вторую к шепчущему камню, пережившему всплеск псионической энергии. «Соображай!» — рявкнул он. «Держи свою защиту!» Кай кивнул, сгорая от стыда за то, что с перепугу позволил так ослабеть своим ментальным контрфорсом. «Ноль гранаты туда!» — велел Головко. Его тон был грубым, но он говорил в рубленной и деловитой манере. «Не дайте этому повториться!» Каю никогда не нравился Головко, но он не мог отрицать, что генерал-майор только что выдержал псионическую атаку и даже не вздрогнул. Единственным, что выдавало усилие по ее сдерживанию, была вена на виске, которая пульсировала, как напорная гидролиния. Головко заметил его взгляд и с ухмылкой покачал головой. «Этого бойца так просто не передюжить!» Кай не ответил и сосредоточился на том, чтобы поддерживать собственную защиту от струящейся из библиотеки энергии. За дымом и нашинкованными трупами у входа можно было разглядеть извивающееся месиво из света и плоти. Это было чудовище, слепленное из мешанины все еще живых людей вместилищ и растерзанной плоти, которая обрело форму и подвижность благодаря энергиям им материума. Кай отвел глаза, когда эта сущность почувствовала его внимательный взгляд, и к двери рванулись жгутики света. «Не смотри на это!» прошипел Григора. Ты же должен знать, что к чему, как никто другой. Формирующееся тело библиотечной твари прошил еще один зал, за которым последовал глухой бабах псирезонантных гранат. В ту же секунду воздух словно бы загустел и стал шероховатым, а бешеный псионический фон, исходящий от варп-отродья, уменьшился до переносимого уровня. Ельца, иди внутрь и вышвырни эту штуку из моей башни, приказал Головко, после чего снова развернулся к трансзалу хора примус. Что там с этим пробивным зарядом? Готово, сэр, ответил техник-подрывник, отступая от двери с установленными на ней зарядами и передавая Головко пульт дистанционного управления взрывателями. Кай и Григора вжались в стены. Головко встал перед дверью, снимая со спины массивный гранатомет. «Не забывай, что там внутри Аникса Рашина», — напомнил Григора. «Мы не знаем, что там внутри», — ответил Головко. «Но если это враг, то он умрет. И если ты ее убьешь, то ответишь перед Хармейстером». Головко пожал плечами и вдавил в пульт кнопку активации. Кай ожидал оглушительного взрыва и заблаговременно закрыл свои уши. Но мелтозаряды просто засияли яростным бело-голубым светом а единственным звуком было шипение металла, за какие-то секунды превратившегося в перегретый расплав. Заряды прожигали запор, и по резному фасаду двери стекали сгустки жидкого металла. Головко выпустил из руки пульт и подхватил ей ствол гранатомета. Он распахнул дверь пинком ноги, и из распечатанного помещения хлынула масса невнятных голосов. Из транзала вырвались крики еще нерожденных детей и вопли хладных трупов, пролежавших в земле тысячелетия. Хор мертвых и умирающих сливался в один жуткий вопль страха и сожаления. Головко не дрогнул перед лицом этого урагана смерти, оставшись равнодушным, глухим страданием и недожитым жизням. Кай ощутил натиск высвобожденной псионической энергией и содрогнулся, когда он смял его ментальную защиту он почувствовал ужас каждой смерти случившейся в транзале воспринял последние секунды жизни каждого из астропатов это было невозможно, но по его щекам покатились слезы из транзала лился тусклый свет зыбкий и неустойчивый как свечение маяка горящего глубоко под поверхностью прозрачного океана из-за него головко отбрасывал тень за своей спиной. И Кай мог бы поклясться, что на доли секунды его лицо превратилось в кровавую маску, как будто из его черепной коробки вырвался наружу какой-то кошмарный паразит. — Так вы заходите? — спросил Головко. И видение этой ужасающей раны исчезло. — Мне может потребоваться ваша помощь. Григора отлип от стены, и Кай увидел, что он колеблется. — Я с тобой, — сказал Кай. — Если Сарашина в беде, я хочу помочь. Григора кивнул, и они двинулись за головко. Вместе с ними пошла дюжина черных стражей, и они погрузились в зыбкий, неустойчивый свет. В транзале было холодно, как в промерзшей тундре, и пол под их ногами хрустел свежим ледником. Деревянные панели нижних ярусов покрылись паутиной морозных узоров, а из вентиляционных отверстий ранцев черных стражей вырывались клубы пара. Кай держался рядом с Григора, понимая на каком-то очень глубинном уровне, что криптостезик помогает ему укрепить ментальную защиту. Силы, действующие внутри башни, были столь могучими, что Кай не думал, что смог бы им противостоять, если бы не содействие Григора. Трудно было понять, что же именно происходит в транзале. Свечение, исходящее из его центра, было таким интенсивным, что затмевало все остальное. У Кая сложилось очень сильное впечатление, что он видит темный силуэт и черный треугольный круг, касающихся звезды, которая пылала ослепительно сапфировым светом. «Наставница Аник!» — выкрикнул он. Слова вылетели изо рта в сопровождении многоцветного дыма. Они радостно захихикали, обретая форму и жизнь, прежде чем раствориться в жизнетворном воздухе. Григора метнул в него взгляд, говорящий «молчи как рыба», и Кай захлопнул рот, прежде чем успел сотворить еще какую-нибудь глупость. Черные стражи рассредоточились, подняв винтовки и приготовив гранаты. Самым первым вышагивал Головко, выставив перед собой громоздкий гранатомет. Он ничего не говорил, но его поведение наводило на мысль, что он уже встречался с чем-то подобным, хотя Кай и не мог вообразить где. Он слышал порожденных варпом тварей, которые использовали тела астропатов как сосуды, чтобы проложить себе дорогу в вещественную вселенную. Но чтобы весь транзал, на самом верху помещения кружились клочки света, похожие на стайку птиц. Кай заставил себе отвести взгляд. Когда его зрение начало адаптироваться к яркому свету, он заслонил рукой глаза и посмотрел вверх, на ярусы, окружающие центр зала. Астропаты Хора Примус лежали окоченелыми трупами. Их глаза светились потусторонним огнем, который изливался из ненужных им глазниц, как фосфорисцирующий туман. Их рты были растянуты в оскале скелетов, а меж обуглившихся губ пылало все то же мертвенное свечение, как будто они кричали светом. Черные стражи окружили светящуюся сферу. Кай увидел, что ее поверхность кишит извилистыми узорами, яркими как солнце, полосами и закручивающимися спиралью желобками пустоты. Она сияла, как миниатюрное светило, но была полной противоположностью звезды Терры. Это было тлетворное солнце, которое высасывало жизнь из окружающих его тел. Аник Сарашина стояла перед этой звездой, протянув руки, которые купались в огне ее противоестественных энергий. Предплечье и плечи наставницы обвивали спирали коронных разрядов первозданной энергии варпа, а плоть стала полупрозрачной. Вены, кости и мышцы были видны, как на ладони, а глаза полыхали тем же светом, что лился из глазниц хора Примус. Горе Кая было таким глубоким, что он жалел, что не может закричать. Даже дураку было ясно, что наставница Сарашина умирает, и с этим ничего нельзя сделать. Каю хотелось прийти к ней на выручку, как она в свое время спасла его, не дав загубить свою жизнь. Но ему оставалось лишь смотреть, как свет варпа выжигает ее изнутри. Ее тело обволакивала эктоплазматическая дымка, образованная энергетическими призраками. Это были создания, чьи оттиски в веществе Вселенной были такими слабыми, что их едва было видно. Не более чем искры сознания, едва способные поддерживать свое присутствие в этом мире. Они, тем не менее, обвелись вокруг Сарашины, защищая ее как добычу, от которой они не желали отказаться. «Григора», — заговорил Головко, — «насколько опасны эти штуки?» «Пустяки», — ответил криптостезик, — «воплощение низменных желаний. Они не смогут нам навредить». «Неужели?» «Не слабое вторжение для чего-то настолько бессильного. По мне, так они не кажутся пустяками. Это предприимчивые твари-паразиты. Они пересекли барьер, когда рухнули заслоны. А что насчет того шара из света? Мне нужно беспокоиться по его поводу. Когда имеешь дело с варпом, нужно беспокоиться по любому поводу. Так как его уничтожить? Тебе никак, сказал Григора. Это сделаю я. Криптоэстезик шагнул к светящейся сфере с протянутыми руками. И кай ощутил аккумуляцию могучего потенциала псионической энергии. Григора сам по себе был могущественным псайкером, владеющим силами, которые Кай никогда не смог бы понять или ими управлять. А после появления на Терри Алого Короля, мощи у него прибавилось стократ. «Моего ума не коснется ничто. Его палаты стоят в заперти», — заговорил криптостезик. «В них не войти без ведома моего, и власть надо мной вам не обрести», Сотканные свет от твари отпрянули от него, распознав сущность, более могучую, чем они могли бы надеяться превозмочь. Пылающее солнце забурлило в безмолвной ярости, его блеск ослабел, но все еще был ужасающе силен. «Эти сферы вам не подмять», — продолжил Григора, наполняя каждый звук властными и повелительными интонациями. «Этот мир вам не знаком. Довольно вам его осквернять. Вы чужаки, убирайтесь вон» твари беззвучно зашипели но отступили еще дальше в их распоряжении был неиссякаемый источник энергии так что их не удалось запугать до конца энергетическая сфера завертелась еще поспешнее как будто она еще не выполнила свою задачу и транзал наполнил пронзительный виз кай заткнул руками уши и даже головко поморщился от душераздирающей громкости крика облаченный в черную броню начальник стражей, приник прицелу над несоразмеримо большим стволом своего гранатомета. «Нет!» — завопил Кай. «Умоляю!» Сарашина развернулась на звук его голоса, и Кая заклеснула ее болью. Она знала, что умирает, но ей нужно было продержаться лишь еще одно это мгновение. Кай осел на колени, осознав груз вины и горя, которые она в себе несла. Он видел, как она страдает из-за того, что ей пришлось встать на этот путь. Но помимо этого, он ощущал ее решимость не провалить дело. Как будто от того, что она должна была сейчас совершить, зависела судьба галактики. «Не двигайся», — предупредил Головко, делая шаг вперед. Сарашина его даже не заметила. Она приблизилась к Каю еще на один шаг. Кай представил, что за темная мощь могла кипеть внутри наставницы, и его бросило в пот, несмотря на царящий вокруг холод. Григора крикнул ему, веля отойти назад. Но горящий взгляд Сарашины пригвоздил его к месту. Она смотрела прямо ему в глаза, и Кай был уже не властен над своим телом. Григора затянул на распев наговор изгнания. Подобным вещам обучали лишь самых высокопоставленных членов телепатика, ибо пользоваться ими означало разбираться в силах которыми владеют создания варпа, а подобное знание не дается легкой ценой. Григора направлял всю свою волю на то, чтобы помешать Сарашиной. И Кай чувствовал, что она все слабее цепляется за жизнь. Головко схватил Кая за плечо, чтобы отшвырнуть прочь. Но его неожиданно отбросило назад мощным энергетическим разрядом. С места, которого коснулся Головко, поднимался дым. Но вспышка не причинила Каю никакого вреда. Он смутно припомнил, что именно туда клал свою руку, закутанный в одежды незнакомец Когносцинт из его сна. «Прочь от него!» — заорал Григора, вкладывая в наговор изгнание все свои силы. «В мои намерения не входит причинить ему вред, Эвандер», — сказала Сарашина. Слова звучали так, словно произносившую их женщину уносила все дальше и дальше, с каждой проходящей секундой. «И что же входит в твои намерения?» передать ему предупреждение. Насчет чего? Это предупреждение, которое он должен будет передать другому. Григора настороженно приблизился к Сарашиной, словно он не был уверен, как поступить. То ли продолжать произносить наговор изгнания, то ли бросить это дело в надежде узнать у Сарашины что-нибудь стоящее. «Это система! Скажи мне, Аник, это система!» «Да, Эвандер, это она!» — ответила Сарашина но она гораздо, гораздо значительнее, чем тебе когда-либо представлялась или представится. Даже император не знает ее во всем объеме. Ты можешь мне рассказать, пожалуйста, взмолился Григора, что она такое, что ты видела? Ничего такого, что ты когда-нибудь захотел бы узнать, сказала Сарашина, снова переводя глаза на Кая. Ничего такого, что хоть кому-то стоит знать. И за это я от всего сердца прошу прощения. «Прощение?» – переспросил Кай. «Прощение за что?» Сарашина метнулась вперед со стремительностью ртути и обхватила голову Кая обеими руками. Свет, которым пылали ее глаза, вспыхнул еще ярче. И Кай зашелся в крике, когда его разум переполнился хлынувшими в него образами, четкими, полными огня, насилия и крови. Кай вопил, его мозг пытался обработать этот необъятный поток информации. В его сознании мелькали миллиарды, миллиардов сцен, событий, воспоминаний и чувственных впечатлений. Перед ним проходили сенсорные ощущения сущности, чья жизнь длилась многие тысячи лет. Такую огромную кладовую знаний не смог бы вместить в себя ни один смертный мозг. Лишь разум, существующий вне материального мира, разум, не сдерживаемый физическими ограничениями плоти и крови, мог заключать в себе такое богатство переживаний. Посреди хаоса, царящего в его переполненной голове, раздался голос Сарашины. Он пробился сквозь нарастающий шквал чужих мыслей, как алмазный клинок. Это предупреждение предназначено одному человеку, и только ему одному. Ты поймешь, кому, когда его увидишь. Прочие будут стремиться добраться до переданного мной, но ты никогда не должен рассказывать им даже ни слова из того, что узнал они вывернут тебя наизнанку чтобы добиться о чем я тебе говорила но ничего не найдут. я спрячу предупреждение в то единственное место куда ты не полезешь аугметические глаза кая закатились и из его глаз заструились кровавые слезы мир схлопнулся в белую точку света он услышал грохот выстрела из крупнокалиберного оружия и ему в лицо плеснуло теплой влагой мир лишился света и хлещущий в Кая поток жизненных впечатлений резко иссяк, как будто из логического устройства механикум вырвали кабель для передачи данных. Из шквала картин, сменяющихся тысячами за каждое мгновение, вырос один единственный образ, видимый с кристальной четкостью. Лицо, древнее и мудрое, безжалостное и целеустремленное. Человек, который был стократ больше, чем просто человеком, воином, поэтом дипломатам, ассасином, советникам, убийцей, мистикам, миротворцем, отцом и зачинателем войн, всеми ними и еще тысячами других, но вниманием Кая сразу же завладели его глаза. У них был невероятно притягательный цвет жидкого меда, как у монет из чистейшего золота. 3. Кай открыл глаза и обнаружил, что смотрит на голый железный свод транзала. Водянистое свечение тлетворного солнца исчезло, и пространство заливал резкий свет дуговых ламп, освещая помещение с безжалостной отчетливостью. Он хотел сесть, но не мог оторвать конечности от боков. Страшно трещала голова. Его мозг методично пронзала простреливающая боль и он застонал, когда всю переднюю часть головы заломила так, словно ее терзала сама прародительница всех мигрений. Перед глазами вспыхивали разноцветные пятна, вызывая тошноту и головокружение. Внутренности бунтовали, и он изо всех сил пытался сдержаться, чтобы его не вырвало фонтаном желчи. Это была не психворь, а перенагрузка. Как слишком резкое применение астропатических способностей вызывало болезненные ощущения, так и чересчур активное их использование могло привести к похожему упадку сил. Что за... было всем, что ему удалось выдавить. Потом над ним возникло лицо, расположенное вверх тормашками. «Ты очнулся», — сказал Григора. «Полагаю, что да», — отозвался Кай. «Что произошло?» «Что ты помнишь?» — спросил Григора, обойдя его по кругу, так что теперь он располагался правильно. «Немногое», — ответил Кай, я чувствую себя ужасно. Почему я не могу шевельнуться?» Григора мотнул головой вниз и опустил глаза на туловище Кая. Тот проследил за его взглядом и увидел, что его запястья и лодыжки удерживают сверкающие серебряные оковы. На металле имелся замысловатый орнамент, вытравленный кислотой, и Кай добавил увеличение, чтобы его разглядеть. «Охранительные символы?» — спросил он. «Почему я в цепях, покрытых охранительными символами?» Григоров вздохнул. Ты в самом деле не помнишь, что случилось, когда Сарашина до тебя дотронулась. Кай замотал головой. И Григоров бросил взгляд вверх, посмотрев на что-то за пределами поля зрения Кая. Первым делом, головко выстрелил Сарашиной в голову, сообщил криптестезик Не то, чтобы она мне когда-нибудь сильно нравилась, но она этого не заслужила. Ее пристрелили, как какого-то заурядного преступника. Она мертва. Ты разве не слышал, о чем я толковал? Ей выстрелил в голову черный страж. Такого Зулей не пережить никому. Вы все еще не ответили на мой вопрос, сказал Кай. Тошнотворная головная боль истощала его и без того небогатое терпение. Почему я в цепях? Для безопасности, твоей и моей. Я не понимаю. Конечно нет, сказал Григора. Подозреваю, что и не поймешь никогда. И что это должно означать? требовательно спросил Кай. Это означает, что я был прав, считая, что от тебя будут одни неприятности. Из-за спины Кая появились крупные руки, и рывком поставили его на ноги. Его конечности казались ватными, как будто он лишился всех сил. Его мотало, ноги подгибались под весом собственного тела, и он не упал лишь благодаря чужой руке, которая без труда удерживала его в вертикальном положении. Тело ныло, а по поверхности кожи как будто бегал слабый электрический заряд. Тень, которую отбросил перед собой Кай, выглядела удлиненным ломтем мрака. Она появилась в компании двух других, но последние были безоговорочно шире и безусловно длиннее. Это были тени гигантов. Кай обернулся, чтобы посмотреть, что за громилы стоят у него за спиной, когда он разглядел тех двоих, что подняли его с пола как пушинку, у него перехватило дыхание. Золото их доспехов не имело ни единого изъяна. Их тяжелые пластины и кольчужное полотно, сплетенное из плоских колец, дополнялось килтом из кожаных лент и полос шлифованной стали. Плащи, насыщенно багряного цвета, удерживались на их плечах резными застежками в форме молнии. На обоих были конические шлемы. Только один был украшен кроваво-красным султаном из конского волоса, а у второго поверх нащечных пластин крепились серебряные крылья. Они были вооружены длинными алибардами с древками цвета слоновой кости, каждая из которых завершалась клинком размером с руку Кая и несло на себе стрелковое оружие чудовищных размеров, навешанное под лезвием. Пластины их брони не были гладкими, они несли на себе замысловато выгравированные слова которые обвивали по ножи и шли по краям нагрудников под наплечниками и вокруг горжетов легео кустодис выдохнул кай ему доводилось слышать что кустодии заслуживают имена по ходу своих удлиненных жизней и если это было правдой то воины за его спиной явно были уже хорошо пожившими экземплярами своей породы они стояли неподвижно, как золотые статуи, которые, по слухам, охраняли гигантские подземные пирамиды, скрывающихся под поверхностью пустынях Зюдафрики. Однако Кай догадался, что они могут прийти в движение быстрее, чем он мог подумать. «Кай Зулейн!» – произнес один из золотых гигантов, тот, у которого на шлеме были серебряные крылья. «Да!» – ответил Кай проявляя удивительное спокойствие перед лицом такого смертоносного воина. «Меня зовут Сатурналия, принцеп Скарфагина, Инвиктус, Кронус и Шаю Халам. И по закону Империума ты обязан перейти под мой надзор. Если ты попытаешься бежать или задействовать свои астропатические способности, хоть в каком-то их аспекте, ты будешь уничтожен на месте, без права апелляции в любые вышестоящие инстанции. В мной есть что-нибудь неясное. Прошу прощения, что? Гигант нагнулся вперед. И Каю показалось, что красные глазные линзы его шлема сузились. Голова Сатурналии склонилась в бок. И Кай попытался представить, что за мысли бродят сейчас у Кустодия в голове. Сатурналия посмотрел на Григора. Из него сделали имбецила? спросил Кустодий. Нет, ответил Григора. Думаю, он просто сбит с толку. Кустодий была задача. Я вполне ясно все изложил. Тем не менее, сказал Григора, не позволите ли мне? Сатурналия кивнул и снова выпрямился. Я не понимаю, что происходит, сказал Кай. Куда они меня забирают? Я ничего такого не сделал. К тебе прикасалась Сарашина, сильный телепат, которая, если не стала одержимой высокоинтеллектуальными сущностями варпа, то как минимум выступала для них проводником используя свои таланты Ватика. Чтобы через нее не передалось, сейчас это в тебе, и мы собираемся выяснить, что именно. Мы? Кто это мы? На этот вопрос ответил Сатурналия. Нейролокуторы Легио Кустодис, сообщил Кустодий. Тебя заберут в темнице Дворца Императора. И что бы там ни было у тебя в голове, люди, искусные в добывании информации любой ценой, это из тебя вынут. «Погодите!» — выкрикнул Кай, разворачиваясь к «Вы не можете позволить им меня забрать! Я ничего такого не сделал!» Криптостезик остался глух к его мольбам, ограничившись наблюдением за тем, как кустодии застегивают на висках Кая медный обруч. «Нет! Что это?» — выкрикнул Кай. Он получил ответ на свой вопрос секунду спустя, когда услышал легкое гудение. Функции его нервной системы нарушились, и он безвольно обмяк в хватке кустодиев. «Нет!» — зарыдал Кай. «Пожалуйста, умоляю вас! Я ничего не знаю! Она ничего мне не передала, клянусь! Вы зря тратите ваше время! Прошу вас! Вы совершаете ошибку!» «Легио Кустодис не совершает ошибок», — ответил Сатурналия. «Григора!» — завопил Кай. «Помогите мне, прошу вас! Умоляю!» Криптостезик не ответил и кричащего астропата поволокли из транзала навстречу стальной каталки и дознавателям со скальпелями, сверлами для трепанации черепа и инвазивными нейропсихическими зондами.